андеграунд мне ближе, потому что там ценность авторитета не так важна. Там важен авторитет мысли. То есть, если твоя мысль авторитетна, окей. Мы в эфире. Типа, понял? А потом я поехал к массажисту, и он сделал какие-то 5 штук на моей спине, вот так вот, около 40 минут, так что-то поделал, и у меня прям полностью прошла голова, и я поехал на биг стендап, уже голова не болит, тогда еще на новом Арбате, когда биг стендап был. И у меня не болит голова, но расслабленность осталась, я вот так выступал, добрый вечер. Как дела у вас? Блин, это что, вот эта фигня получается, что я какие-то видосы смотрел, что типа у вас голова болит, потому что кровь плохо поступает, и он тебе что-то там сделал, и кровь пошла? Это правда, он реально час около часа мне массировал, я вот так лежал лицом туда, и все. Как вариант, наверное, там не только, наверное. Ну, вообще, да, там есть, по-моему, где-то сзади какой-то пучок сосудов, который... Ну, короче, защемило. Да. Что-то вроде этого. Это мы вспоминали первый подкаст, ну не первый, а прошлый подкаст, потому что мы да, но это было сколько лет назад, да. Мы в эфире, а это значит ваш любимый подкаст, топ-2 подкаст в России «Авторитет мысли» снова с вами. Сегодня мы будем слушать авторитетные мысли Тимура Джанкёзова и Марата Чумаева. Привет, парни. Марат Чумаев, кто не знает, легенда. Расскажи нам, Тимур. Да, мы участвовали в номере, который называется «Депутат из Карачаево-Черкесии приехал дать что-то, отчет, короче». А я помню, я помню. И Марат там играл депутата. А я рядом сидел, будучи очень толстым, и говорил, а еще что-нибудь, ага. Блин, точно, я вспомнил, ты же там пухлый такой. Да, да, мы тогда еще с Маратом пошли, купили пиджаки, потому что, ну, люди что скажут. Хотя там же костюмеры есть, да, да. Инфраструктура, вот это. За кадром у нас Алана. Привет, Алана. Привет, привет. Как твои дела? Хорошо, спасибо. Ну я все. Я подумала, все. Когда Тимур вот так начал делать, это же вообще как будто не про тебя, нет? Да, 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 я подыгрывал, типа. Йоу. Я контент делал, Алана. Блин, Алана реально стильно выглядит. Я когда у вас Тимур был, он говорил, когда я давно у вас был, ты так не делал. Она микрофон вот так еще держит, типа. Она не вот так, типа, знаешь, Тимур, она такая, да, я вот помню. Это очень стильно выглядит. По-хозяйски. Да, да. Так, что, как ваши дела? Что, откуда приехали, что делали сегодня и в последнее время? В последнее время что я делал? Я сегодня выступал, концерт давал, и все. И еще в стендапе на ТНТ, это сейчас съемки идут. А, сейчас же прям в эти дни идет съемка. Да, 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 я, короче, у меня такой этап в жизни. У меня каждый раз, я думаю, ну, наверное, в этом году уже не буду сниматься. Я замечаю это у многих, кстати. Ну, типа, ты хочешь перерыв взять, пам, что-то, да, это уже не так, типа, важно, сняться, не сняться, короче, ты, типа, и у меня просто сестра неожиданно замуж выскочила. Ага. И туда денег надо было дать. Ну, и как бы я, ну, помогаю, все понятно, я в Москве там зарабатываю. И я такой, фух, что-то мне не нравится, как деньги ушли. А что я умею? Как я умею возвращать деньги? Писать быстро шутки. Вот, а я как раз в тренажерный зал пошел. Опять через 5 лет вернулся. Я такой, о, так это же новый монолог. И вот смотрите, новый монолог про тренажерку. Такого еще не было. Это же реально тема. Это когда ты возвращаешься в спортзал. Потому что, по-моему, это же у всех бывает, что ты идешь в спортзал, потом возвращаешься в спортзал. Но я разогнал именно про то, что я удивился. Я просто еще пошел в зал, который на лайнере, там это ЦСКА, Ходынка. И там за этим лайнером, во-первых, ходит слух, что это дом эскортниц. Да? Да, да, да. Есть там даже рилсы такие, вот я около дома эскортниц, та-да-та. И туда, соответственно, значит, если их там много, они ходят в этот зал. И я зашел, я удивился. Я был удивлен размером ягодиц. Я искренне был удивлен. Я знаю, что есть, но мы видели их в клипах. На фестивалях бразильских, там, какие латиноамериканские. Я удивлен, что это вот так, в таком количестве. То есть раньше, знаешь, тренажерка пришел, 2-3 девушки такие выделяются, и ты такой, ну, молодцы, девчонки. А тут прям много. Я когда зашел, я секунд, говорю, минут 10 как будто стоял, просто смотрел, пытался привыкнуть, чтобы об этом не думать. И у меня первая мысль была, ничего себе, за 5 лет как задницы выросли. Вот, и у меня эта мысль, короче, сподвигла написать монолог про то, что не типа я там
что-то, а вот именно как, какие девчонки на самом деле сейчас, как они круто научились заниматься, как они круто научились выглядеть. Ну и плюс там вот эти лосины сейчас, какой-то новый уровень лосин появился. Блин, это, а я знаешь, о чем вообще подумал? А когда многие импланты же ставят, да. А когда ты импланты ставишь, тебе надо в зал ходить, девушке? Да, потому что тебе вес нужно держать в одном диапазоне каком-то определенном. Вес чего? Вес своего тела. А, типа, если у тебя ягодицы свисают, у тебя мышцы не будут вывозить, и нужно, короче, накачать там поясницу. Ну, то есть имплант обязует тебя качать поясницу, ходить в зал. То есть она, возможно, не ходила бы, если бы не имплант. А насколько необходим этот имплант, если ты можешь накачать? Нет, ты так не можешь накачать. Я вообще как бы... Ну, можешь, но кто-то. Как я понял, не специалист, но как я понял, что у многих генетически просто... Типа она может наращивать мясо на ягодице, но у нее не будет желаемой ею формы, потому что у нее генетические мышцы будут по-другому расположены. А, да-да, знаешь, бицепсы разные бывают. Какой-то тип показывает, вот эти видел бицепсы, которые 7 друг на друга вот это залезают? Ты говоришь, пора заканчиваться, он еще вот тут один вылезает, ты такой, ты думаешь, откуда столько бицепса? Да, я слышал, что вот многих девушек раздражает ямка, которая вот бывает на ягодице. Вот это моя любимая, которая... Мои девочки, ямки на щеках и на ягодицах, это... Есть типы, которые такие, да, это можно закачать, я вам расскажу как, а есть чуваки, которые такие, это все аферисты, если у тебя генетически так расположено, ты ничего не сделаешь. И потом я узнал, что есть операция, что тебе берут и типа... 30 грамм жира конкретно в эту ямочку помещают, просто чтобы вот круглая форма была. Это насколько нужно прям хотеть, чтобы из-за этого... Так это все понятно, сейчас уже культ красоты такой. У тебя все остальное прям хорошо? Что ты задумался? Последняя ямочка. Возможно, ты это делаешь для того, чтобы у тебя везде все стало хорошо. Так-то она права. Алана вообще шарит у тебя. Ты знаешь об этом? Она все знает. Потому что если у тебя прекрасные ягодицы, то те деньги, которые хотят кидать в эти ягодицы, тебе лицо красивым делают. Но не у всех. Я не сексист. Некоторые просто любят спорт. Инвестиция, точно. Это инвестиция в себя. Ну, объективно, ты же бывает, что увидел, и ты такой... Короче, у меня реально там научный интерес бывал. Настолько огромный я увидел. Да. Я увидел. Я понимаю, да, о чем ты говоришь. Фитнес-тренер Татьяна в DDX. Это что за человек вообще? Это как можно накачать? В смысле, не только я смотрю. Мы с женщинами вместе стоим и смотрим на вот это. Это просто нереально. И рядом с ней все так эта девочка занимается, я такой, ты как она не станешь никогда. Это невозможно достичь. Но это какие-то гены, знаешь. Я думаю, это генетика какая-то. Потому что столько... Короче, это даже у Кардашьян такого нет. Ну, у нее прям видно, что искусственно. А вот и прям такая... А там, то есть это мышцы, да? Это не операция? Похоже на мышцы. Но я, конечно, не могу спросить некорректно, но я искренне хочу пару раз поинтересоваться. Лишь без... У меня вообще нет сексуального уже подтекста. Абсолютное любопытство. Чисто физически. Типа, да, как ты вообще? Всегда такая была. Типа, что ты сделала? Ну, как вообще это произошло? Просто мне реально обидно за девчонок, у которых, ну, нет ягодиц, которые бы они хотели. И она там... А это просто, понял, что-то походило, и у него пык сразу, я такой, ну, вообще бедный. Ну, братан, ну, есть же и парни такие, которые, в принципе, не занимаются. Ни у кого не было такого. Да, я только хотел сказать. У нас в селе был тип с прессом. Был когда-то. Никогда не был таким. Нет, ну, подожди. Ты не был, если когда ты снимаешь футболку. Ну, в одежде. У меня было, что я в одежде казался здоровым. Такой период был. Он реально был, ну... Мы вместе учились, ну как, он на 2 года, да, по-моему, старше. Ну что-то там. В институте, да. И там в КВН играли. Ну, сейчас уже ты старше, да? Сейчас он уже женат, двое детей. Я сейчас опять в КВН играю. И, короче, я реально, ну, удивлялся. Я всегда был сухой, как, ну, и сейчас тоже. Ну, чуть-чуть там что-то там... Это не об этом. Вот ты сказал, но это неправда, не про меня. Ты же про вот этих типов. У нас в селе был тип, у него пресс просто так. Нет, так он всегда. Просто так. Мы сейчас говорим не про то, что он всегда такой, да? У него там тестостерон, там, у тебя, у меня отобрал, там, сам носит. Да. Просто, ну, человек, который до этого был чуть похуже, и вот ему там пару там отжиманий, и он реально там раз надулся. Да, да. Он такой и был.
Я на баскетболе помню, что мы угорали, это прозвучит, может, странно, но мы просто в моменте, там пацанов нас 10 было разного возраста, там от 91 до 88 года, там же, когда ты молодой, по годам тренируются, но у нас была такая компания баскетболистов, в которой мы все сильно были помешаны на том, чтобы прыжок прокачать, и ноги качали, все дела, и смотрели... как побочный эффект на то, как визуально еще мышцы выглядят. Нам вообще было похеру, как они выглядят визуально, мы хотели прыжок качать. Лишь бы высоко прыгнуть. Да, но еще и визуально они росли, потому что ну, мы качали все. И мы запомнили, что у нас среди нас был один пацан, у которого, наверное, один из самых слабых прыжков был, и он меньше всех тренировался. При этом визуально и вот эти, как она там, четырехглавая мышца, вот это вот бедерная. Ну, короче, ноги, в общем. И ягодичные мышцы у него были такие, как будто он, я не знаю, 300 килограмм приседает. При этом он реально еле от земли отрывался. А были пацаны, которые там со штангами день и ночь приседали, да. Взлетали на 5 метров, а на ноги смотришь, вот такая вот, вот у него просто... Да. С такой задницей зачем прыгать? Просто ходишь на ягодицах. Это в Осетии было? В Осетии, да. Прикол, что за него говорили бы, это же вот этот тип с хорошей жопой. Про пацанов же так вообще никто не говорит. Ну, может, девчонки там в узком кругу говорят что-то. По-моему, даже девчонки, ну, хотя нет. Ну, Алана, ты компетентна в этом вопросе? Нет. Но ни разу никогда не оценивала мужскую задницу. Я вот тоже думаю, зачем ее оценивать вообще? Это американская культура, это не наша культура. То есть там, ну, опять же, судить по фильмам можно. С американцами не общался, он вечно как-то они там оценивают мужские. Да, да. Но я только в инсте, может, пару роликов делал, где там в прикол девчонка такая, вот, обратила внимание, такой, видимо, тоже смотрит. А ты видел вот эти бесконечные рилсы, что типа парочка, вот вы же пара, вы же сколько уже вместе, когда да. Типа он отвернулся, она ему по заднице ударила. Чуть что по заднице друг друга шлепает, это, типа. Вот эти семейные. Да, да. Да. Такого да. Нет. Че? Откуда это взято, да? Это кто? Я ни одной семьи такой не видел, типа. Ну, наверное, есть. Мы просто, может быть, субъективны, потому что наше общество. Но все равно я прям вот это не знаю. У нас сейчас еще маленькая история была. Мы пошли позавчера с Аланой здесь рядом. Ну, я нос сделал второй раз. Да, ну, два раза да, делал. Да. И я рассказывал одному из подкастов. У меня из-за того, что второй раз была операция, сильно в первую ночь осложнение было. И я там, ну, короче, с трудом, но в итоге сейчас все нормально, дышит. В апреле сделал, и вот сейчас прошло два с чем-то месяца. Я такой, надо в зал идти, потому что я форму сильно растерял. И мы пошли в какой-то зал, нашли... В целом все устраивает, дороговато. Но я такой, ладно, все равно в зал хотим пойти. А я же знаю, как эти тренажерки работают, что ты приходишь, тебе говорят одну цену. Пока она тебя по всему проведет, пока вы придете уже, когда она тебе все показала, ты уже почти уходишь, она тебе напоследок еще вкидывает. Если что, вот буквально пару дней у нас вот такая вот акция есть, и она нам вот эту фигню вкинула, что вот есть вот такая вот скидка, если вы вдруг решите. И потом она еще пробивает, такая, а вы когда хотите начать ходить? И мы такие, вот в понедельник, это вчера было. И мы такие, в понедельник уже бы пошли на тренировку. Она такая, ну вот хорошо, вот мой номер, вот ваш номер. А я специально еще свой номер оставил, Алану номер оставил свой, потому что я знаю, что если отказаться, я уже много раз это делал, не отказаться, а просто сказать, я думаю еще, они тебе еще больше скидку предложат. И, ну, я просто сколько раз ходил, всегда такая одна... Сейчас бесплатно ходишь? Просто ждешь максимально долго. Когда уже она такая, я умоляю, я дам тебе денег. В итоге я это Алане все рассказываю. Она такая, что мы пойдем? А я еще ей говорю, да, меня все устраивает, пойдем сюда. Она говорит, когда? Я говорю, ну давай подождем, они нам позвонят. И когда они позвонят, мы им скажем, что мы сомневаемся, они нам предложат еще какую-то скидку, и все, и пойдем. Она что смеется? Сегодня звонят Алане. А что, вы надумали что-нибудь? Она такая, да, в понедельник придем. Вообще, что я там исполнял, ходил, что я там сомневаюсь. Ну, нам, знаете, не нравится вот так ходить, как Елена Летучая. Ну, у вас тут, конечно, да. Давид, надо будет Марата погромче сделать или микрофон подвинуть, потому что плохо слышно, пишут. Да, ну, я могу погромче, но лучше, да, как-нибудь тебе... Лучше вот так сидеть. Да, ты можешь... Нет, если некомфортно, может, погромче. Да не, нормально. Так лучше, может. Да, вот так точно будет хорошо. Ну, у тебя еще и тембр. Просто, да, у тебя хороший голос для микрофона, он такие эти тембры хорошо считать. Просто если я сделаю громче, фоновый шум, возможно, будет слышно, я поэтому... Этот. Сейчас лучше, да? Или
Ну, скажи тестово что-нибудь. Просто. Раз, два. Да, скажите, как вам слышно. Ну да, в чате пишут, все нормально. Так, как твои дела, кстати, вот расскажи. Мои дела? Я, как ты говоришь, перестал сниматься? Я перестал сниматься в 14. Ну расскажи вкратце, да, кстати, историю, чтобы мы познакомились. Да, вкратце история такая. Занимались КВНом. Логическая, скажем там, дорожка привела нас в какой-то момент. Comedy Battle. И, ну как, наверное, не всем понятно. Мы занимались и никак не могли попасть в телек. А хотелось телек, короче. И что-то там Кушка тогда, по-моему, сказал. Это какой год? 13-14 год. Угу. В 13-м году. Я даже не помню. Мы в 13-м году. Я тогда еще одевался в пиджак и в джинсы. Когда мы все как в комеди-клабе одевались. Брат, я сейчас так. Короче, в 13-м году мы где-то в Краснодаре был, по-моему, этот кастинг. Один мы кастинг провалили в один год. И, по-моему, с тем же материалом на следующий год поехали и нас взяли. С тем же материалом? С тем же, да. Я, прикинь, не помню вообще кастинг, как один проходил. Один раз мы провалили. Вот так только не помню. Один был в Москве, один был в Краснодаре. Что-то такое. Так еще... Ну, знаете же, да, как эти, все же знают, как эти кастинги. Нет, я, честно говоря, не проходил ни через один кастинг. Ну, короче, приезжает куча КВНщиков. На тот момент только КВНщики, короче, ходили на эти кастинги. Стендапа как такого, наверное. Ну, он был? Не, были. Тогда уже давно Владос Алешин выступал. Тогда уже давно. То есть, это то время, когда, по-моему, начинался стендап. И вот это вот было у них промо. Стендап это. И там они объясняли. То время, когда нужно было объяснять, что такое стендап. Как и сейчас. Сейчас на каждом... Ну ладно, не настолько, но сейчас, типа, кто в первый раз и ползала до сих пор? Не, у нас там, может, надо объяснить. Хотя у нас, в принципе, тоже уже прогрессивные люди. Давайте плесну. Ну, короче, куча КВНщиков приезжает, садятся там креативные продюсеры, которые тоже бывшие КВНщики. Все на измене, ну как? А они все какие-то... Им все уже давно в жизни понятно. Есть же вот этот взгляд, когда... Да, да. Ну что ты там? Давай. И он даже не смотрит на тебя. Был такой редактор Сок Самара, Колчин Дима. Он редактировал нас еще в этом, в КВНе тоже вот так сидит в телефоне. Ну вот эту шутку уберите. О, вот, вспомнил, один раз у меня такое было, я вот по твоему описанию вспомнил. Ну таких прям куча было. Единственный, кто реально с интересом был, это, наверное, Артем Усов, да? Который вот с интересом редактировал. Которого мы сказали, что бабок дадим. Что? Типа, ну, не типа взятка, а типа, что будем вместе двигаться, там, будешь нам помогать, типа. Там же такой интерес, там финансовый интерес. Там он первый предложил. Он предложил, говорит... Типа вот, продюсировать? Ну, типа, да. Ну, это нормальная история для КВН. Нет такого, что он злодей какой-то. Там все предлагали. Чувак, да. И причем он очень полезный чувак оказался, судя по камызякам. Короче, он когда-то занимался командой с наших краев тоже, Донбайский Йети, вот, достаточно там на тот момент известная, типа. И у них, короче, просто спонсор потерялся. Так-то они шли неплохо, там, в Минске где-то. И он говорит, ну, я знаю, говорит, что с вами делать. И он нам предлагал, там какие-то смешные деньги были тогда, $2000, что ли. Нет, тогда не смешные были. Тогда, да, тогда это были вообще не смешные. Это было там что-то около 60 тысяч, но для нас это было много. Так у тебя как дела, брат? А, у меня нормально. А Марат такой, типа, блин, может, не пойдем на подкаст, блин, может, я не буду сидеть. Вот так напрягался, я говорю, да ты что? У тебя голос, брат, создан для подкаста вообще. Голос, может быть. Марат же, мы же участвовали, играли в КВН, в Comedy Battle, участвовали, а потом, как бы, я с НАПом увлекся, Марат увлекся жизнью. Короче, я женился, потом стендап, Comedy Battle раз стрельнул. Даже узнавали, прям много где узнавали. Потом, да, я занялся жизнью, женился, пошел работать в БЭП, ну, в милицию, короче, в полицию. Нет, сначала это я пошел... Это что-то экономических преступлений? Да, да, да. Ну, это по-старому, старое название по борьбе с экономическими преступлениями. Сейчас это Управление экономической безопасности, противодействия коррупции. Короче. Ага. Ну, оттуда я тоже ушел через 4 года. Потом. И пошел на фестиваль открытого микрофона. Реально? Ну, да, да. А сразу же это было? Смешно, что после БЭП
расследовал, врывался к типам в хаты, лежать, экономическое преступление. И потом такой, у меня странное имя. Вот такой разброс. Причем ни одной шутки про полицию не было. Да, я даже, ну, даже через время, у меня, видимо, какая-то, ну, травма осталась. Я, ну, не знаю, это нельзя сказать, что травма. Мы научились, короче. Деформация профессиональная. Ну да, не сказать, что нет, деформации прям такой прям не было, но было ощущение, что об этом не стоит сейчас говорить. Ага. То есть я, ну, не готов об этом говорить с людьми. В узком кругу да, и то не все. Ну и как бы и нельзя, там много чего там есть такое, что нельзя говорить. Ну, как будто стендап-комиков же нет, да, у которых такое прошлое есть, чтобы кто-то шутил про полицию. Я помню, давно какой-то... Был гаишник. Был гаишник, был. Ну, а, какой-то был, вот да. В этом микрофоне, по-моему, он был, да. Залет? Да, ну ему взятку дали, он ушел. В форме. Ну, интересный был опыт, но я не смог, короче, его перевести в шутки. А ты ворвался на открытый микрофон, особо не выступая в тот момент? Что там, 2-3 месяца? Не, Марат приехал в Москву... Я все время как бы, я вот занимаюсь, я приезжаю в республику, мы как бы давно очень дружим. Да. И я говорю, давай выхватимся, я просто рассказываю, как дела, у него все время глаза загораются, ну а тут же жизнь уже, понимаешь, дети появились, жена, этот типа вырваться просто, будучи холостым пацаном, начать стендапом заниматься, там не зарабатывать, потом чуть-чуть начать зарабатывать, реально, а вот когда у тебя уже семья, это уже, ну да. Не знаю, это сложнее точно, да. Это надо параллельно работать. И вот он приехал, типа, давай попробуем, я такой, давай. Писали, что-то делали. И реально получалось уже смешно выступать, заходил, а потом открытый микрофон. Ну, выступил, кстати, нормально. Но там, ты знаешь, там все равно же свое видение, кого брать, кого не брать. Ну, да. Типа, не взяли, и все. И все, Марат теперь на стройке. Да. Да, ты не продолжил юмором заниматься? Короче, я не продолжил. Я чуть-чуть переосмыслил все это. Я подумал, что... Ну, во-первых, мне хорошо платят там, где я сейчас есть. И я это все делал, наверное. В общем, я сначала думал, что оно мне хочется этим заняться снова. А в процессе я понял, что мне не настолько хочется, чтобы убивать столько времени. Потому что я работал. Сейчас уже полегче. Сейчас у меня должность, ну, поинтереснее. Сейчас времени много свободного. А на тот момент я просто на линии прорабом работал. Угу. И, ну, прикинь, там минус 15. Я плюс-минус на улице нахожусь. И потом в 7 часов я сажусь. Это капотник, короче. Ага. Я выхожу с завода. Ну, вообще не смешно. Я сажусь в автобус, еду до метро, сажусь в метро, доезжаю там, не знаю, там, до какого-нибудь там бара, выступаю. Но на самом деле оно освежало. Я заметил, что весь груз как бы слетал, ага, во время выступления. Потом какое-то время, еще, наверное, полчаса, час. Ну, короче, пока ты до метро, до дома доедешь, это все сразу, этот флёр уходил. Ну, как бы это было сложно. Ну, какое-то время, какое-то топливо было. Видимо, за эти годы то, что накопилось, я хотел реализоваться как-то в этом. А потом как-то, не знаю, ценности, наверное, поменялись. И я попытался там сейчас, типа, YouTube, ну, короче... А, кстати, да, я это, когда Тимур просто сказал, я вбил в Ютубе и канал твой выдал. Да, и у тебя там исторические... На Монат вечно, Монат, говорю, Монат, это как деньги, Монат. Видишь, брат, все, деньги будут. Батки, брат. Да, да. Этот, он всегда вот по истории двигался, типа, вот это что-то ты скажешь, где-то ты слышал, вот, а знаешь, ты что-то услышал, говоришь, а это же вот так, он такой, нет, и пошел рассказывать, это вот так, я прочитал в той книге, так, это так, и вот сейчас он это ведет, то, что ему нравится в целом. Смешно было, когда я им звонил, там еще друг усеял с ними, и они на этой стройке зимой... В одеждах, в этих такие. Я им звоню по видеосвязи из тепла. Я говорю, как дела, пацаны? И Хусей такой, я ненавижу твою Москву, Тимур. Я говорю, брат, мы в разной Москве живем. Моя Москва, да. Да, в моей Москве тепло, брат. Да. Ну да. Я вас перебью, извините, ребята, пожалуйста. Давид, сделай все-таки Марата погромче. Хорошо. Потому что, да. Окей, так. Но, либо Марату надо ближе к микрофону, да, просто быть. Но мне кажется, лучше сделать громче, потому что так же комфортно тебе сидеть. И в да целом и так голос нормально. Тише, чем у остальных. Я пытаюсь, там просто все провода смешались внизу. Это я, чтобы не забыть, новости стендапа, у нас рубрика еще есть. Новости стендапа. Да. Начались.
У тебя там прям перебивка. Какой из них? Слушай, не, это я просто... Давай, чтобы не создавать эти, я вот так посижу. Вот так да. Будет идеально, если нормально, ты просто, мне, да. Мне удобно. Просто прям в микрофон будешь говорить, тогда будет вообще идеально. Так нормально будет. Новости стендапа. Просто или, ну, или тебе чуть громче, дискомфортнее будет уже. Да нет. Говорить. Громче говорить? А, ну нет, типа тебя, громче говорить. У тебя реально вообще голос, у тебя знаешь какой? Я прям представляю, что тебе надо прям в микрофоне и прям вот так говорить. И это вот аудиокниги я бы слышал таким бы голосом просто. Я хотел озвучивать. Ну, у него, кстати, вот именно всегда такой голос был, знаешь. И пародии хорошо получали всегда. И вот этот тембр реально. В целом я легко вижу, как он от аудиокниги озвучивает. Да, отлично выходит. Надо поучиться еще какому-то актерскому мастерству, по-моему. Да, это все сейчас. Главное начать. Ну да. Я знаю, что надо сделать. Алан, да. Зачитай сейчас, пожалуйста, донаты, а я сейчас выйду за кадр, потому что пишут, что у тебя тоже звук пропадает. Я знаю, почему это. Маленькую кнопку надо нажать. Я зачитаю, если у меня звук пропадает. А ты не зачитаешь. Нам Тимур расскажет, как он спину вылечил. А, пока ты будешь ходить? Да, я быстро сделаю. Все, как дела, подписчики? Мне на самом деле было интересно, почему ты сейчас в зал, с какой целью пошел? Какая-то оздоровительная штука? В тренажерный зал почему я пошел? Какая мотивация? Да я просто туда пошел, потому что хочется быть в форме, обычной, нормальной форме. И если я не занимаюсь, у нас же сидячий образ жизни, начинает постепенно что-то болеть, просто так. Когда ты ничего не делаешь, у тебя просто так начинает где-то болеть. Ты такой, мне не нравится это состояние. Как это можно решить? Пойти к остеопату, он тебе даст советы, что можно делать. Я так и пошел. Он мне дал советы, и я пошел из-за этого в тренажерный зал, и ты... Просто отстой в том, что у меня остеопат прописал упражнения, а они все убогие. Упражнения? Вот эти все, они очень женственные. И как бы ты понимаешь, я из мужиков, только я это говно делаю там. У тебя же даже, кстати, есть, да, на ТНТ про это? Собаку мордой вниз и вот это что-то. Что-то сейчас еще появилось, что-то, короче, да. Из последних шуток, которые я записал, это завтра буду записывать, получается, да. Про то, что, знаешь, вот этот, он мне, короче, прописал упражнение, знаешь, девчонки цепляют ремень на ногу и так тянут от тренажера. Вообще только женщины это делают. Да. Ни разу не одно. А он это упражнение тебе прописал? Он говорит, вот это надо делать. Как будто он прикололся, понял? Есть ощущение, что он просто хочет, чтобы ты... Я как будто он мне скоро скажет, брат, короче, смотри, в 11 вечера в Москва-Сити в чулках надо приехать. Это упражнение. Да, упражнение. Спина не будет болеть. Тренинги по раскрепощению. Ну, реально же есть какие-то там, пройдись там полуголым по улице. Да, но мне раскрепощение не надо. Мне надо, чтобы поясница не ныла периодически. Ну, а вообще нет такого, что после 30 в принципе выбора нет. Если ты хочешь быть здоровым, надо в зал ходить, нет? Надо вообще многие вещи делать, и по факту, и питаться, и зал, еще что-то. Хотя бы очень... сбалансировать все. И ну, это вот сейчас оздоровительный подкаст получается. Пейте много воды, занимайтесь в тренажерном зале, записывайтесь на мои курсы. Я вторая Елена Блиновская. Тебя тоже скоро посадят? Надеюсь, нет. Только микрофон бери в руки, пожалуйста. Мы периодически донаты зачитываем в течение выпуска. Но перед тем, как Алана зачитает донаты, я вам традиционно напоминаю прожать лайксы под этой трансляцией, чтобы побольше людей увидело ее. Если у вас мышка прямо сейчас под рукой, сделайте это, не поленитесь. Угу. Я зачитываю, да? Угу. Саша Бархоткин, 500 рублей. Комментарий к последнему подкасту. Задорнов бы перевернулся в гробу от ваших рассуждений о языках. Это рофл. Давид все правильно сказал. Хули математический склад ума. АПС. Спасибо вам за подкаст. Спасибо за донат. Спасибо, да. Это между подкастами пришло к прошлому подкасту. Угу. Саша Бархоткин, еще 500 рублей и еще 500 рэ на общий кайф. Спасибо за донат. Респект. Кайфуем, Саш, прямо сейчас кайфую, сижу. Блин, давай съем голубику, Саш. Ой, уронил, так, ну кстати, ничего. Вкусная, и клубника вкусная. Все вкусное, вечеринка вкусная. Это на твои 500 рублей купили мы. Человек с неправильной фамилией, 100 рублей, всем привет. За последнее время изменилась ли как-то политика стендап-клуба на Трубной по отношению к комикам, выступающим в клубе на Арбате? Спасибо. О, кстати, я слышал, что вот... А там, по-моему, прочитай следующий донат про Льва Марсела, по-моему, я как раз про него хотел сказать. Человек с неправильной фамилией, еще 100 рублей, спрашиваю из-за того, что узнал, что Лев Марсел ведет спонтанный микрофон, хотя он вроде резидент клуба номер 1 на Арбате. И еще Коля Андреев выздоравливает. Спасибо за донат.
Ну, я вот не знаю, резидент ли, но то, что в клубе ведет, да, ну, видимо, что-то изменилось. Я просто, мы не первоисточник, мы к клубу на трубное отношение не имеем, но Лев Марсел, да, выступал на Арбате, сейчас будет выступать на трубной. Видимо, что-то меняется. Видимо, да, но мне написали, сказали, что, извини, на трубную не можем тебя звать теперь. Потому что на Арбате. Да, да. Я, кстати, там только недавно дал первый концерт, то есть это... Я хотел там дать, но там не срослось. Но мне, такой, ну, мне Макс рассказывал, что типа да с Тимуром, мол, все нормально, просто мы типа связались, и вот типа Тимур прямо сказал, что там будет выступление у меня. Просто типа ты заранее сказал, что у тебя будет выступление, и они такие, ну и все, и нет проблем, окей. Нет, ну Макс. Не в том смысле, что нет проблем. Я достоверный источник, у меня есть скрины, Макс. Не, ну то, что типа, что не могу тебя ставить, не, ну, да, да, не, я имею в виду, что я сказал, базара не, нет, Макс, я со всеми конфликта тебя не, не, конфликта типа, нет, да. Я сказал, я со всеми дружу, братан, мне нет, что я типа выступаю, зарабатываю деньги на разных площадках. Я не такой комик, который может на одной и той же площадке собирать одинаковое количество людей, пока не настолько медийный. Мне нужны разные площадки, потому что там разные люди приходят, там одни люди приходят, там другие. Москва огромная, как бы, и я такой, типа, ну, если политика места, где ты работаешь, такова, ну, что я могу поделать? Я, как бы, всем респект, всем любовь, но моей сестре деньги на свадьбу ты не отправишь, дорогой мой. Ну, вот, посмотрим, может, это просто буквально вчера-позавчера, насколько мне известно, произошло, что Лев Марсел, что его поставили. Слушай, я вообще нормально ко всему отношусь. Ну, если так, так, какие проблемы? Ну, типа, что это выяснять? Вообще, и последнее время это любят приходить кто-то кого-то пообсирать еще где в важных местах. Я такой, а хвалить когда будем друг друга? Может, начнем хвалить? Ну, типа, не, похвалить. Не, ну, хвалят много тоже, нет? Круто же хвалить тоже. Ну, обсирать вообще много любого круто. Можно обосрать. Любого комика можно главное, обосрать. Как и похвалить? Похвалить невозможно любого. Ну, хвалит кого-то все-таки чаще, нет? Это смотря, что ты считаешь хвальбой. Да, но когда кто-то хвалит, никто никому это не скидывает. Смотри, как он хвалит. Смотри, как он похвалил. Блин, круто, он как Лев Марсел хвалит. Кто-то бы смотрел это. Блин, там этот выпуск набрал во времена, когда там среднее было количество просмотров 10 тысяч, он там набрал 120, наверное. Да, конечно, это всегда интересно. Всегда это будет работать. Да. Давай я прочитаю из чата. Лера, спасибо за регулярные донаты. 20 австралийских долларов. Ого. Друзья, дивного вам подкаста и респект до Луны и обратно. У меня 7 утра и плюс 7 за окном. В Сиднее зима и в квартирах дубак жесткий. Так что завариваю кофе и иду на пляж греться. Смотреть буду в записи. Спасибо за контент. На пляж греться, если там холодно. Все смешалось у меня в голове. Есть ощущение, что там не бывает плюс 7 почему-то. Ну, я не знаю, может, оно и бывает. Ну, в конце добавил бы еще, и я кенгуру. Как будто и лучше. Ну, вообще, по описанию, тут слова, тут австралийские доллары, Сидней, пляж. Спасибо за донат, хорошего, какое, что у тебя, утра. Хотя сказал вечером, но у тебя 7 утра. Доброе утро. Да, доброе утро. Вообще, так. Из англоговорящих стран, наверное, самая привлекательная вообще Австралия. А что-то я читал, что там чуть ли не больше половины территории непригодна для проживания. Да? Да, так и есть, да? Ну, и... Я, короче, разгонял, что ты все время находишься на курсе у психотерапевта, что все это время твой подкаст, Алана, твой врач, который тебя наблюдает. И она просто тебе разных людей сажает, чтобы видел, как ты контактируешь с внешним миром. И она такая, да, Давид, вот смотри, тебе еще написали. Из Австралии прислали. Из Австралии, Сидней. На самом деле он из квартиры не выходит, да? Да, да. На самом деле Давид ёбнулся. Спасибо, кстати, всем, кто лайк поставил. Вот вас уже 420 стало. Да, и подписывайтесь. Всем не смотрите без подписки. О, кстати, да, я недавно посмотрел статистику. 90 с чем-то процентов смотрят без подписки. У меня тоже. Я канал завел, правда, у меня только одно видео, но тем не менее. Тоже. Ой, мы сейчас обсудим, кстати. 98, что ли, или 6? 98,9 без подписки, 1,1 с подпиской. Что? Это вот такая статистика? Да. Я вот сейчас допереварил. Да, 1,1 с подпиской?
Охренеть. Ну, у тебя там, правда, и набрало. У меня одно видео, типа, да, оно набрало столько. Если бы столько просмотров, столько подписчиков одновременно, это, типа, ну, потрясающий, конечно, результат. Но это невозможно. Долгая игра, YouTube. Так. Люди неохотно подписываются на YouTube, все равно. Ты сам прикинь. Ты что, как? Я слышал, ты выгорать начал. Ну, я вот начал выбираться из этого, на самом деле. Потому что я вот с 1 мая, я рассказывал в подкасте, что Алана мне... разработала план поведенческой актива. Ну, я же не шарю в этой психологической лексике, терминологии. Алана психолог. И что? План поведенческой активации. Просто ничего гениального в этом нет. Просто Алана, зная меня, сделала его комфортным для меня. План работы, чтобы я ежедневно работал по очень чуть-чуть. Ну, типа вы... Вспомнила, что Тимур считается самым... трудящимся, не знаю, как слово забыла. Ну, в топе работяг. Да. Блин, ненавижу это звание. И сейчас Давид такой, ну, я в день по одной минуте пишу. Я три минуты пишу. Там реально у меня есть дни, когда я пишу минуту. Ну, типа, там это, типа, минимально. Там суть заключается в том, что ты вырабатываешь привычку начинать писать, а не писать. И, типа, минимально на одну минуту хотя бы открой. Разумеется, если я открыл, я уже посижу побольше, чем на минуту. Но благодаря этому вот с 1 мая у меня материал что-то собирается, пишется. Перед этим... Кукуха уже жестко ехала, конечно. Ну это, давай, честно, это же вот эти платные выступления, которых по 3-4 в день в разных барах, когда ты одно и то же повторяешь. 4 выступления сегодня было, одно и то же рассказывал. Да, я был, я когда с последнего ушел такого, когда вот я завязался этими выступлениями, стал реже выступать, я выступил, причем очень круто выступил, вот так сижу и в одну точку смотрю, и там тогда Аня работала, да. И она говорит, что случилось? Ты же так хорошо выступил, почему ты так вот сидишь? Я так в точку смотрю, говорю, ты не поймешь. И вот эти депозитные роллы вот эти ем сижу. Почему тебе не нравится это звание? Как трудолюбивого комика. Оно очень похоже на не смешно еще. Почему? Ну, оно... Ну, типа... Очень похоже на неталантливый, как бы. Не, ну это же смешно. В смысле... Ну да, я понимаю. Ну, типа, ты такой работяга. Он работяга. Оно не крутое. Оно, типа, не звучит круто. Он много пишет. А что звучит круто? Не знаю. Он пишет по одной минуте в день. Это тоже не круто. Не-не. Он просто вышел и сразу час рассказал смешно. Да я не знаю, просто... Он говорит бестом. Я просто мотивирован достаточно всегда. Я стендап очень сильно люблю, поэтому постоянно пишу. Мне нравится писать. То есть я не пишу там, знаешь, угодить какому-то продюсеру, чтобы не сказать, какой я молодец. Мне типа нравится именно шутки придумывать очень сильно. Я в любом процессе, если кто-то... Вот мы сидим, и какое-то веселье идет, и кто-то скажет, давайте попишем. Я такой, да. Там кто-то говорит, да давай, да играем, давайте что-то. Я такой, не-не, давайте пишем. Мне сильно нравится стендапом просто заниматься. Круто. И потом, когда что-то смешное придумаешь, ты же знаешь, это когда новую шутку придумаешь. Да. А я тут за 2 недели монолог написал, сдал его. Ну, братан, как не кайфовать? Просто дал, просто 17-минутный монолог я сдаю вот завтра. И, ну, как мне не кайфануть с этого? Мне именно сам процесс нравится, понял? Это выступать тоже прикольно, но придумать... Это я, извини, быстро скажу, я вот с кем-то обсуждал явление, но в голове у меня была картина того, как я твой монолог слушаю, что я помню, я на каком-то технаре слушаю твой монолог, понимал, что ты его написал, типа вот тоже за последние 10 дней. И он сильно смешной, зал смеется, ты там, это то ли предосновная, и то ли ты уже в основной, то ли что-то еще такое. Я просто себя ловлю в тот момент на мысли, что типа, если этот монолог сейчас уже такой смешной, а что будет, если ты его еще помаринуешь полгода-год? Я об этом думал. Сейчас меня не интересуют монологи. Я сейчас концерт пишу параллельно. Меня не интересуют монологи а-ля тренажерный зал. Свидания, какие девушки интересные. Это все, ну, такой рабочий процесс просто. Вот я пишу другие серьезные темы, которые вот так вот не расскажешь за 10 минут. Я их откладываю, там просто там вот даже по темам выписать, там, понимаешь, там... Ты сегодня выступал сольником, ты там... Не-не-не, еще нет, этого я еще пишется, но... Сегодня я просто отработал и ушел, как бы... Все. А ты пока в стол собираешь? Получается. Пока да, я потом... Ну, я как бы умею так делать, и потом вот выступлю, расскажу. Не тот зал был, где хотелось бы это рассказывать сегодня, знаешь.
Ты понимаешь, ну какого-нибудь можно, не знаю, когда-нибудь будет тот зал, я начну это уже гонять, рассказывать. А то, что ты говоришь, действительно такое бывает. Вот я записал монолог на YouTube же себе, вот да, про бабушку. Да. И я его написал, потому что искренне все было. Ну то есть у меня был посыл простой. Я с ней рос, все детство с ней провел. Ну как не все, огромную часть, не все детство. И... Когда ее не стало, я, короче, такой сидел в Москве. Писец, короче, как грустно было мне. Я потом съездил туда, ну, знаешь, похороны и так далее. И я такой, блин, ну и вот все, человек ушел, и все, что ли, ну, знаешь. Ну, легендарный человек, на мой взгляд, был, знаешь. Mm-hmm. Просто именно своей простотой, своими взглядами на жизнь. Человек, который... следил вообще за моральным обликом целой улицы буквально, знаешь, она типа, ну вот если ее, вот буквально если ее слушать, то не будет, вот любая женщина будет уважаема просто, понимаешь? Простые истины, которые сейчас забывают, конечно. И я такой, блин, да это вообще легенда. Она мне какие-то вещи говорила, будучи бабушкой. Я про это даже там давно шутил, что, правда, единственное, она не могла дать советы на улице с пацанами какие-то, типа... Ну, она же не может, да, сказать, возьми камень и убей этого типа. Да. Там была у меня шутка, что просто я узнавал много слухов о его семье. Свое оружие. Да, да. Вот, а в остальном, как бы, знаешь, трудолюбие, ответственность за двор, за то, что ты единственный мужчина там, что тогда у нас не было газа, отопления какого-то. То есть, если я встал, дрова не нарубил, холодно будет. Я там пошел... Я сельским хозяйством полностью занимался, то есть там накормил скотину, порубил дрова, вот это все, короче, хозяйство полностью на мне было. И я такой, это надо делать по-любому. И вставал, работал. И потом она такая счастливая была, когда я что-то такое сделал. Как будто, знаешь, вот такое видео, знаешь, девушкам видео какое-то, где девушке неожиданно подарили какой-то подарок, она плачет. Вот бабушка от такой, если ты просто дрова порубил там какие-то, знаешь, там круто поработал. Причем она тебя не заставляла. Ей нравилось больше всего, когда ты пошел сам, типа, сам сделал. И такой, а сегодня порадуй бабулю, порублю дрова. Ну и вот так мы росли. И потом, когда ее не стало, я такой, все, что ли, вот так? Ну. Просто она, на мой взгляд, еще могла лет 30 прожить. Она в 90 ушла. Потому что, ну... Я считаю, она ушла, потому что мы не досмотрели еще. Потому что не обращали внимания на медицину какую-то. Знаешь, просто вот эта деревенская жизнь. Да, ходит, mm-hmm. да, еще что-то. И она что-то там... А бывает у стариков, что-то хоп, мышцы не держат, хоп, упали, и все. И mm-hmm. как, там что-то повредилось, и потом становится, она стала лежачей. А она же все время ходила, вот эти бабушки, знаешь, ходят километр. Вот 10 тысяч шагов в одном дворе она делала, буквально не за день, она там делала это за 3 часа просто. Вот это подняла, это положила, потом обратно на следующий день туда. У нее перестановки вот эти во дворе. Ходила, а тут хоп, лежачая стала, из-за этого, короче, увядать начинала. И я типа понимал в глубине души, что рано или поздно это произойдет. И когда ее не стало, я такой, ну... Хочу поговорить, хочу попробую написать про это, потому что я искренне все это испытываю. И начал, ну, писать. Но у меня еще была цель, конечно, чтобы шутки там были, смешно, чтобы это было, потому что я не хотел вызывать только эмоции. Какой он молодец. Да. Я хотел, чтобы люди баланс вспомнили, какой-то. Посмеялись. И я как бы это для себя делал в первую очередь. Я, то есть, не делал это... Я был готов, что там будет там 2000 просмотров даже. Мне типа не важно это было. Я просто хотел выложить, снять. То есть я не думал, что там будет там много прям просмотров. Еще. А там сейчас даже прилично набралось. И я такой, круто. Хотел, чтобы люди научились ценить какие-то простые истины, простые вещи. Люди забывают про это. А бабушка... Да там же основная у меня мысль была, что бабушка – это человек с простыми к тебе требованиями. А все остальные люди вокруг уже сложнее. Они хотят больше. А бабушка такая, сядь, поешь, приезжай, посиди. Понял? Ну, вот это все. И я такой, да. Я начал писать. Я когда писал, даже пару раз заплакал. Такое, когда писал, такое, ну, как-то, знаешь, внутри бах. У меня не было такого, что я стендап пишу, и у меня что-то... Да. Вот, я это написал, это как-то сделал в одну композицию, скажем так, выступление. И хотел передать людям ровно все, что я сам испытал. И... Вот выложил из этого. Кстати, если не смотрели, то в описании есть ссылка на YouTube-канал Тимура и Марата, кстати, тоже есть ссылка. Можете пройти посмотреть. Я, знаешь, о чем еще подумал? Что ты вот сейчас из-за того, что ты стендап-комик, ты сказал, что типа вот я пару раз прослезился,
И потом такое, ну не то, чтобы я прям вот стендап пишу, а я тут же подумал, что, возможно, если бы какой-то актер сидел, он бы наоборот утрировал бы. Типа, ты как будто упростил ситуацию, что типа вот просто по-человечески у меня там слезы навернулись. А я себе представляю, что теоретически, просто мысль такая пришла в голову, что актер бы, если бы какой-то сидел, он бы мог сказать, что типа... Я помню, как я сквозь слезы писал эти текста, рвал эту бумагу просто. Слушай, можно преподнести так, что люди за камерой будут думать, вот это... Блин, да ты прав. На самом деле это сейчас вопрос о профессионализме. То есть мы, у нас все равно у комиков есть, что мы скромничаем всегда. Да. Такой... Мы не научились еще быть шоуменами до конца и артистами. Uh-huh. И из-за этого, условно, я так рассказываю, такой, да, я эмоцию проявил, ну, извините, что проявил, скромничаю, yeah. типа, ну, такое. Мне кажется, не только это. Мне кажется, может быть, ты не хочешь, не то чтобы не хочешь, не хотелось бы, чтобы ты представил это, как будто ты пытался монетизировать. То есть ты сейчас... Это какая-то да. искренняя эмоция. Убрать любую показушность из этого. Да. А, это в этом смысле. Возможно, это что-то... Это. Не знаю. Ну, мне просто хотелось ну, вот потом, так выразить. Кажется, сейчас людям это не так интересно. Ну, когда ты последний раз смотрел, когда человек описывает свои какие-то... Ну, может, это я такой черствый стал. Описывать свои какие-то суперпереживания. По-моему, сейчас в жизни и так много депрессии, и не хочется лишний раз еще погружать себя в это. Это... Наверное, этим занимаются больше люди, у которых, в принципе, в жизни все легко, ну, полегче. Угу. Не скажем легко. Легко, наверное, никому не бывает. Но как-то полегче. Которому надо искусственной трагедии чуть-чуть жить. Ну да. Это вот я всегда думал. У нас же... меня отец в детстве много заставлял читать, хотя я вообще, ну, сам по себе просто дикий неуч. И всю классическую русскую литературу ну, мне пришлось прочесть. Я понял, что... опять же, я не упендриваюсь сейчас. Это, ну... Ладно, «Войну и мир» читал все. Вот «Войну и мир» нет, не читал. Понятно все. Я симулировал, что я читал. Я это к чему? У нас же ну 95% всей этой литературы, она депрессивная. Ну да. И мы в депрессивном месте таком живем. Не, там дома у нас, ну... Честно говоря, все полегче на самом деле. Там и у вас, там в ну, сети, да. и у нас, и погода получше. В целом, да, я приезжаю, несмотря на обстоятельства, в целом празднично все довольно. Да, то есть нету вот этого, знаешь, настроение тебе хорошее, просто так не грустно. Вообще, не да. грустно. Ты дома, ну. Общий, да, общее настроение больше позитивное. Да. Ну да, там просто беззаботно, кажется, все. Да. Ну, из-за этого тоже, от безделья тоже люди с ума сходят и начинают что-то там потреблять или еще что-то, портят себе жизнь. Я вот это писал, и я же как бы написал, а потом прошло время, и я же еще выступал, как бы рассказывал этот материал. И там еще, ну, смешнее стало, как бы я... Вот то, после о чем... записи? Да, да, то, о чем ты говоришь. Да. То есть... Но я просто понял, что я мог бесконечно это дописывать и никогда не выложить, и... Ну, там реально больше шуток намного, минут на 5 точно. И те, которые внутри, я типа их усмешнил тоже. Просто, ну, такой, ну, вот тут можно еще добавить, вот тут можно еще добавить. Ну, а вот тот сольник, который ты будешь делать, который ты в стол пишешь, его-то ты, получается, будешь крутить уже какое-то время. Я не говорю, что бесконечно. Ну, какой-то подольше промежуток времени. Ну, да, да, 100%. Нет, вот именно сольный концерт, я очень к нему отношусь трепетно. И я по-любому не хочу выпускать сольный концерт, чтобы там звучал какой-то заход, что меня бросила девушка, знаешь, вот такого рода. Чтобы не звучало ничего, не было захода, который звучит тривиально как-то. Uh-huh. И хочется уже, и раз ты делаешь концерт, то надо, ну, раскрыться как-то. Какой смысл просто смешно шутить, ну, смешные шутки просто записать. Но при этом я, опять же, я считаю, вот как правильно сделал Гурама Марьян в своем концерте, он просто сделал все смешным. Неважно, про что он говорил, просто везде шутки были. Ага. И вот у меня цель такая, что о чем бы я ни говорил, я хочу, чтобы в конце был смех. Если там смеха не будет, то я пока это не записываю. Угу. Вот как-то так хочу. Здорово. Посмотрим. Но это непросто будет. Подход. Да, да. Я просто не хочу, типа, сказать что-то глубокое, чтобы все такие, да, молодец, он такой чувственный. Чтобы на цитаты разобрали. Вот это, видел рилсы, да, когда да. комика выкладывают рилсы, и там вообще просто рилс, и там вообще нет шутки. Да, да, просто слова. Просто слова, и типа это какая-то мысль, ты такой, дальше.
Блин, я помню, кто это был, я не помню, но смешно по-шакальному пошутил Гоша Сморгуленко, что кто-то в своем концерте в последний блок засунул своего родственника, который еще не умер. И Гоша пошутил, типа, да ёб, то он еще не умер, что ты его уже в последний блок ставишь? Ну да, что-то, ну вы поняли, да, что в стендапе часто в последний блок ставят, что вот, у меня там кто-то умер. Я поэтому это видео выложу отдельно. Ну, чтобы не выглядело так же. Чтобы, типа, я не занимаюсь вот этим, типа, я зарабатываю, да, это отдельное видео про человека. И то, что вы посмотрели, я вам благодарен. Я надеюсь, вы испытали и что-то переоценили, и в целом вам было приятно посмотреть спектр эмоций. Потому что я не думал, что так, но люди там в комментариях писали, что они смеялись и плакали. И я потому что, ну, я же это уже пережил давно, я же это написал и как бы, ну, создал это все. И потом, когда это... После ты читаешь, удивительно. Ты такой, да, там такая эмоция есть уже. Ну, типа, мама там тоже смотрела, моя раз, говорит, 7 посмотрела. Брат уже на нее ругался, хватит смотреть. Типа. Да. Блин, красиво. Это ревность. Так, Алан, сейчас перед тем, как Алана продолжит, у нас тут уже есть прикол. Вот такой пришел в чат, пришло сообщение, да, Токадзе, классика субботы, Виттори или Канонир? У меня уже, мне кажется, можно из меня делать вот этого типа. Я всегда, когда равный бой, не угадываю. Вот сколько я там говорил, что давай подумаем. Недооценивают, он может Джонсу упереться. Потом там, кто еще был? Ну, короче, я все не угадываю. Вот последнее недавно, какой более-менее крупный ивент был? Кто дрался? Не помню уже. Подожди, из легковесов кто-то дрался. Да, да, да. Дариуш Оливейра. Точно, да, да, я говорил, что Дариуш выиграет. Так, слушай, ну было... Это было неожиданно. Было же ощущение полное, что Дариуш крепкий. Да, но мы ни разу не видели его. Ты знаешь, там всегда есть потолок в ММА, когда ты до топ-5 доходишь, и вот дальше вот эти 4 человека сильно сильнее того 6-го и 7-го. Как на спорте я читал, как Ислам как раз говорил, что в этой игре уровни есть. Да, и вот эти уровни, ты идешь, и тут бах, это вот это как умники-умницы на красную эту дорожку зашел. Сильно сложнее, да. Резко стало. Там ты такой, вот так вот. И я прям видел, как Дариуш растерялся от уровня. Да. Он не ожидал уровня такого. Ну, это произошло. Вообще не договорника какого-то. Я, честно вообще, говоря, не было. Большой спорт, ну, не сильно верю. Ну, да. То есть... А какой смысл договорняк? Типа вернуть Оливейру, чтобы сделать реванш? Да. Ну, как будто там более выгодно наоборот было бы. Конечно. Потому что Махач уже слишком сильно развалил Оливейру. Ну, да, на тот момент, да. Но тут же есть вот эта вот культура Феникса. Вот он воспринял. Возродился. Возродился там снова. Может быть. Он же один раз такой ход сделал. По сути, он был, ну, никем. Долгое время. Проигрывал. Он проигрывал там. По-моему, у него рекорд был там чуть ли не почти что отрицательный. И потом он возродился. То есть у него уже такая история работает. Возможно, это сработает еще раз. Но там серьезные умы работают. Мне кажется, на таком уровне очень слабо себе представляю. Я просто, ну, занимался спортом непрофессионально, да, там дзюдо. Ну, все занимались у нас дзюдо в какой-то момент. Все у нас, короче, черкесы любили пинг-понг. Неожиданно. У нас же, кто-то так говорил, у нас же чемпион мира по пинг-понгу в республике. С ракеткой по району ходим. Просто понимая, какая была там коррупция. Ну, то есть, ладно, не коррупция, окей, пусть... В общем, не было справедливости, скажем так. Ну да, окей, пусть будет коррупция. Да я не хочу верить в то, что куплены бои. Когда об этом думаешь, неинтересно смотреть. Вопрос в том, что ты не хочешь верить. Ну, то есть, окей, мы принимаем это, и мы в это верим. Хотя, ну, обоснованные сомнения у меня есть. И по поводу того, что Ислам прям так жестко вывез бы против Дариуша, ну, мне кажется... Но тут можно привести в примеры... Там стили похожие просто еще. Тут можно привести в примеры там, где... ну, вот, например, Пимблет, когда дрался, и ему дали люлей, но судьи дали ему победу. Ну, это да. Потому что он хайповый тип. Да, да. Ну, потому что есть фактор дурака. Кого-то переклинило, это в каком фильме? Это было? Сейчас девчонки не понимают, о чем речь, да? Кто, если девушки сейчас смотрят. Ну, у нас бывает регулярно в подкасте. На той четырехчасовой. В Pulp Fiction был какой момент, я смотрел. Там Брюс Уиллис, когда он же играл боксера, который... Да. Который не выдержал, его замкнуло, там он что-то себе надумал, мне отец там говорил, что я уже не помню. Это индейка? Да, индейка. Сработал этот фактор. Он просто взял и побил чувака. На него там поставили кучу денег, проиграли там, да? То есть...
И, а этому чуваку возможно. Ну, то есть где-то да. Хорошо, окей, там, чтобы не было хейта. Угу. Возможно, есть какая-то там вселенная, в которой там на него большие деньги поставили, ему просто сказали, указали его место. Окей, ты не выиграл все равно. Слушай, а это... Вот этот бой реально похож был на договорняк, когда Джон Джонс задушил Серилгана. Вот это я в натуре подумал про договорняк. Ну... Еще там же еще такое непонятное что-то у клетки было. И раз, и он вот, просто так... Вот видите, а с Джоном Джонсом у меня, короче, уже этот... Что он просто что мощный он, типа, такой. Да, ну... Я не верю. Он физически не настолько мощный. Хотя... Вот я с этого охерел, да, как он физически. То есть я почему мощный. Удивился? Потому что... Ну, хотя он визуально... Реально для меня мощный был Нгану. И он, когда боролся с Ганом, они прям перебарывали друг друга. И тут приходит Джон Джонс, вот так просто швыряет Гана, как да. Будто он там на 300 так, килограмм потому тяжелее. Потому что Нгану не умеет бороться, в принципе. То есть он либо тканит. Договорняк, возвращение Джона Джонса. Ну, конечно, Джон Джонс суперзвезда. Почему бы и нет? Ну, то есть, это я считаю, вот здесь даже больше шансов, что это договорняк. Но вот тут не хочется. Но, вот это я... Интересно. Но смотри, вот я как смотрю на все. Я всегда оцениваю UFC, MMA бои, вот эти, именно UFC, когда смотрю бой, я смотрю еще на взгляды, как человек смотрит, напуган это, он. Да, это очень и правда. Вот Серилган был напуган, да. А Дариуш был растерян, когда тут на него настолько сильно попер, после того, как он его сбивал под землей. Просто он его вколачивал. Ну да, не очень попадал. И он прям растерялся от такого напора. А тот включился. И я вот поэтому не вижу в этом, ну, на мой взгляд, договорняка. Ну, это высокий уровень. Там они могут быть и актерами. Там. Ну, то есть, вспомните первых. Извини, пожалуйста. Я пытаюсь некорректно ворваться. Так да, нет. Вспомните первых кого? Актеров? Не актеров. Вообще ж первые бои делали циркачи. А, да, это я смотрел про это. Ну, то есть, мне кажется, какой-то уровень актерской подготовки. Ты думаешь, там есть? Мне кажется, есть. Ну, я в смысле, ну ты же меня знаешь. А теперь, Ислам Махачев, показывай аиста. Неожиданно такое. Актерку прокачал я. Братья, победа, знаете, в чем заключается? 90% ментально, 8% физика и 2% актерка. Ну да, мне кажется, вся их актерка ограничивает тем, что, знаешь, когда равный бой, просто вот так руки поднять и пойти. Это есть же этот прикол, когда равный бой, кто быстрее руки поднимет? Помнишь, когда мы с тобой Гамлета играли, брат? Блин. Я еще о чем подумал, что вот как люди не знают, транслирую просто из нашей индустрии, как люди зачастую не знают, там какие-то разгоны были, например, в клубе сняты, и ты знаешь, что там происходило за кулисами, как комики ко всему этому отнеслись, а зрители видят только то, что им показали в итоге, или там подкаст как какой-то прошел, там какие-то эмоции были, тут прямой эфир, или там монтажный подкаст, например, бывает. Вот, например, вот расскажу вам такой инсайт, зрители, которые не знали. Когда у нас был подкаст «Сит даун» со Славой Комиссаренко сильно респектовал и такой, давайте запишем, и он прям даже говорил, давайте чуть-чуть попозже, я хочу подготовиться, потому что мне сильно ваш подкаст нравится, что-то там такое. И в итоге у нас с ним проходит подкаст в сторе. И сам подкаст, вот если прям взять, мы посидели, наверное, 2 часа. И там были прям, ну, провисы бывали, когда, знаешь, какие-то тупники, какие-то скучные. И я прям помню, что подкаст заканчивается, и я прям вижу, что Слава чуть-чуть расстроенный. Ну, вот может, пытался это скрыть, но по нему видно было, что он чуть-чуть расстроенный. Но по итогу, из-за того, что там был монтаж, я все эти провисы вырезаю. Я ставил только, где Слава расстроенный. Получилось в итоге супер насыщенно, позитивно и динамично. И мне Слава потом аж написал, он такой, как круто смонтировано, как круто в итоге вышло. Но зрители видят это только топовый вариант. И я к чему это говорю, это мы с UFC все начинали, что наверняка мы не знаем. Мне кажется, еще очень сильно, мне сложно это оценить вообще, потому что я этим не занимаюсь, но как сильно весогонка влияет, потому что как будто иногда ты туго прошел весогонку, может он поэтому, например, растерялся, что он бы обычно выдержал это. Конечно, туда, а да, потом да. Просто что-то тяжело в этот раз пошло, а ему уже 35. Так, я вообще, я поэтому люблю на UFC смотреть, потому что это еще наука.
Как ты согнал вес? Как ты ментально подготовился? В каком лагере был? Какой тебе тренер дал совет? Да. Какой секундант что сказал? Какое ты решение быстрое принял? Там не просто вот это бои и два сильных пацана. Да. Там интеллект сильно влияет. Да. Хабиб Нурмагомедов поэтому побеждал. Не только потому, что он сильный, потому что у него сильнейший бойцовский интеллект был. Помимо всего. Ментально сильнейший он был. И хитрость в нем также была. Он бывало же вот эти видео, где он Ислам Махачу дает совет? Да, да, да. Как на приставке, типа, нажал кнопку, он накинул ногу и выиграл, да. Типа, да. Это же вообще как сильно. Ну, просто он очень тонко чувствует вообще механику вот, борьбы, на самом деле. Ну, это... Вот Хабиб, да, вот... Я, ну, ты знаешь, я очень... Ну, ты не фанат его. Очень скептически отношусь вообще к мастерству. К мастерству нет, но... Я со всеми ругаюсь, кто не фанат Хабиба. К его взлету я скептически отношусь. Я считаю, что, ну... Есть все-таки элемент, скажем так, крутого менеджмента, скажем так. Ну давай, скажи, как ты мне говорил дома. Ну меня единственное, что смущает, что просто для того, чтобы полноценно в перспективе говорить о его величии, что ему просто надо было чуть-чуть, ну это все говорят, что чуть-чуть бы еще пару защит бы, но у него свои были там причины, почему. Да, понимаю, да. Конечно, если так округлить цифру там хотя бы. Причины такие, ну про которые, ну они необсуждаемые такие, да, скажем так, причины. Ну мама сказала. Да. Ну типа... Понимаю, кто такая мама для... Да, для кавказца, да. А для какого-нибудь русского пацана он такой, он что, ребенок, что его мама запретила? Ну, так же кто-то мог подумать. Ну, в целом, да. Заметили вот роль мамы у кавказцев и у евреев? Очень такая похожая. Так? Не думал про евреев вообще. Нет, я просто сейчас подумал об этом. И у всех же кавказцев, или, может, я ошибаюсь, но мама это прям... Ну, что-то больше, чем у остальных, мама. Или это не у всех? Может, только... Не, ну, короче, я думаю, не только у кавказцев мама больше. Ну, типа, у нас есть такое, что про нее даже шутить не разрешают. Да. Типа, знаешь, вот так, что настолько... Да. Типа, даже вот это как-нибудь, а твоя мамка такая жирная, как что-то. Таких шуток не услышишь. Дай бог. Это поножовщина через час. Да, я прям помню, как в невероятных конфликтах, где... сильно пылает какая-то тема конфликта, если вдруг кто-то случайно сказал «мать», причем, как правило, это говорит не конкретно, а он просто вкинул эту фразу, потому что ее часто в матерном лексиконе используют. Да. Сразу кто-то говорит «про мать вообще ничего не говори, про мать не мать». Нет, там этот мать человек становится максимально неправым. Но он неправ, если он, вот этот вектор, провал просто вот это. Там уже свои развиваются. Я успокойся. Да, это слово, это очень весомое слово, да. Поэтому как бы... А ваши краткие прогнозы, Канонир или Витори? Просто там еще... Да, Витори опять его... Хотелось бы Канонир. Хотелось бы Канонир, Витори опять вот это вот заскучнит бой, затыкает его, замучает, будет прижимать его к сетке и устоять вот это, и все, и выиграет по очкам. Жаль Канонира, давайте так. Ну, хотелось бы увидеть, чтобы Витори кто-то вырубил. Да. Хотя я ничего против него не имею, но просто чтобы он такой... Но я больше, на самом деле, этот карт, мне он интересен, потому что там Царукян и Петросян, просто их поставили. Друг с другом? Нет, у них... Я охренел бы. Но мне, кстати, интересно, потому что, по идее, Царукян, он большой фаворит, у него там кто-то слетел, ему дали какого-то... Вот я какой-то ноунейм, как любят говорить. No name, потому что его основной слетел, ему дали, вот кто-то там на коротком вышел. Но мне кажется, что сейчас ему могут, если он выиграет, ему могут Бенила дать, чтобы он попробовал в топ ворваться через Бенила. Ну и он рискует, на самом деле. Ноунейм, это всегда кот в мешке. Нет, это, конечно, риск. Проиграть серьезному сопернику. То есть ноунейм, ну чем он рискует? Ну, по сути, да, он тоже рискует чем-то. Ну, когда-то Царукяну дали Махачева, давай так. Ну, типа, в целом... Махачев еще не был прям. Но он, кстати, я прям недавно просто смотрел, как я понял, благодаря тому, как равно прошел, ну, близкий бой был, благодаря этому он, это прям в начале, это чуть ли не первый его бой. Это первый бой был, и все. И он благодаря тому, как он на равных подрался с Исламом, получил контракт на 5 боев. И он хайпанул на этом. Да, да, то есть новичок может получить. Он заслужил. Ну, он крутой боец, на самом деле, очень крутой. Да. Мне еще что мне в нем нравится, что я вспоминаю шутку Чапаряна про то, что есть выражение «из грязи в князи»,
а я выбирался из благоприятных условий в князе. Да. У Царукьяна такая история, что у него тоже семья обеспеченная, да, и... Тем не менее, вот. Он даже где-то рассказывал, по-моему. Я, говорит, приезжал на таких тачках, и пацаны говорили, мы из-за таких тачек здесь, ну, в зале упахиваемся. Ну, что-то такое там он рассказывал. Ну, это реально дополнительный респект, когда вот у тебя такая машина, и ты еще в зал едешь. Это, ну, просто армяне очень целеустремленный народ, на самом деле. Это вот, ну, их такая серьезная черта. Они, ну, то есть они из любого положения хотят еще. Ну, это, в принципе, человеческая природа, да, нам в священных книгах об этом создатель недвусмысленно говорит, что у человека такая природа ненасытная. Но вот они как-то это круто реализовывают. Они умеют прям идти к цели, скажем так. Попробуй сыр. Хороший или... Не бомба. Да. Вас вообще... уже 600 чем... А, я... Не, да я вообще подумал, сыр это вообще лучшее, что есть в мире. Сыр топовая вещь. Как можно сыр не любить? Ты любишь сыр, Алана? А сметана домашняя что? Не, если мне дадут выбор, что на столе сметана или сыр. Брат, даже не стоит обсуждать. Вас уже 615 в данный момент. Это все благодаря тому, что вы лайки не забываете прожимать. Те, кто... Еще не прожали, сделайте. Кто любит мать, нажмите лайк. Слушай, я не знаю, как в прямых эфирах, но, по-моему, сейчас... Ну, опять же, никто не выкладывает, как алгоритмы работают. Но я вот смотрел много аналитиков, типа, в уже готовом видео, то есть выложенном. По-моему, лайки вообще сейчас... В прямых эфирах влияет. Да. Прямых. Тебя выше поднимают же, да? Или... Да, ну, типа, тебя... Налить ну, тебе чай? А, у тебя вода? Не, я воду. Хотите чай? Алан, зачитаешь? Не, я водички. Да. Ну вот и все, 200 рублей. Давид и Алана, вам нравится лишать людей донатной девственности, а как насчет стать причиной донатной импотенции? Вы не сказали спасибо за донат в прошлый раз, теперь я никогда не буду больше никому донатить. Спасибо. Блин, за донат. Реально, мы не сказали, пропустили донат? Видимо, я в какой-то момент устала это делать. Все когда-то случается в первый раз. Да. Если ты считаешь, пусть так оно и будет. Но и тебе и за прошлый, и за этот донат. Спасибо, давайте плесну воды. А там чай пью уже, я уже перепутал сосуды. Так что извини, если мы не зачитали. Там спасибо, спасибо, спасибо. Thank you. Что там на японском? Саобол на нашем. Коничуа? Или это пожалуйста? Я не знаю. Вообще. Оригато. Оригато там вот это все. Иногда бывает, что мы, когда там пролистываешь в Donation Alerts донаты, на второй странице донат, ну, в момент переключения, ну, короче, технически бывает иногда, извините, пожалуйста, Алана, я вычту из ее зарплаты это. Филди, 500 рублей, всем ку, всех обнял, ладошки поцеловал. Алана лучшая, спасибо за донат. Спасибо, спасибо. Вот когда в донатах пишут, что Алана лучшая, я всегда говорю спасибо за донат. Зовите санитаров, 100 рублей. Здравствуйте. Так, что хуже? Такой вопрос. Что хуже? Отстать от современных тенденций, ошибки молодости или плавать на байдарке? Спасибо за донат. Ваша версия. Отстать от современных тенденций, ошибки молодости. Хуже же выбирать тогда? Да. Или плавать на байдарке? Слушай, ну... Плавал на байдарке когда-нибудь? Нет. Блин. Ошибки молодости были? Нет, ни одной. Прикинь, ноль ошибок молодости. Ноль ошибок. Ну, смотри. Отстал от тенденций. Безупречно. Это как вот эти, знаешь, есть опросники на радио, какая-нибудь звезда сидит. Танцевала голая на столе? Да-да-да. Нет. Не такой. Ну да, я сразу всему поверил. Ошибки молодости. Отстать от тенденций, наверное. Ну да, из перечисленного... Не хотелось бы отставать вообще, если в целом... Какие тенденции? Мне не думал, что... Так не обязательно их принимать, использовать, но понимать, и в чем суть, и не быть вот этим... А что там у тебя там в телефоне? Ага, молодец, йоу, ТикТок, вот этим не быть. Давай, что там? Сейчас искусственный интеллект такой невероятный появляется. Ну, что только, там уже он тебе может нарисовать раскадровку фильма. Ну, я хочу это знать, я не хочу сидеть и такой, помогите.
Я вспомнила вчерашнюю серию из «Черного зеркала». Ух, какая хорошая. Новая серия «Черного зеркала» вышла? Там сезон вышел, да. И мы решили специально по чуть-чуть смотреть. Первая сразу топчик. Блин, причем она такая топовая, что я вспомнил, за что я любил «Черное зеркало». Там, короче, пробивается четвертая стена. Они смеют, Netflix сам над собой смеется, над зрителем. Мне кажется, не рассказывает. Ну, ладно, блин, все рассказал уже. Не-не-не, я же вообще ничего не рассказал. Там все равно, в какой-то момент, когда поймешь, типа, вот этот момент. Ну, короче, да, сильно. Это смотрится сегодня. Отстал от тенденции, допустим. Да. Не, я просто, я помню еще, что я это понял, точнее, наверное, понял, громко звучит, начал замечать, что по мере взросления, видимо, это как раз характерно взрослеющим людям, скепсис к молодежи. Потому что я в какой-то момент и за собой его начал замечать, по чуть-чуть проявляющийся. Косточки. Но потом в какой-то момент я как будто сам себе постарался посеять эту мысль, чтобы не забывать, что сильно в большом количестве вещей вот эта молодежь, там до, я не знаю, 25 лет, она во многом является двигателем прогресса. Именно потому что вот эта безбашенность, она со возрастом успокаивается. А иногда безбашенность нужна для того, чтобы сделать то, что тебе там в более зрелом возрасте уже и в голову не приходит. Иногда нужно вот это, не сидеть и не думать, а стоит ли мне это делать? А надо просто ли мне это делать? А просто такой сделать, такой, херня получилась. Подумаю, да. О, круто получилось, прикинь. Да. Я вчера, короче, у друга день рождения. И он говорит, выбирайте, куда сходим. В технику безопасности. Ну, то есть, понятно, прикольное место. Да. Там люди контингента плюс-минус нашего. Можно сесть, с любым пообщаться. Да. Либо, говорит, хотите грязную вечеринку. Вот так они закидывают в чат. Ага. Ну, наш вот дружеский. Я нажал на технику безопасности, потому что там мне реально безопасно, да, комфортно. Ну, как бы там это каламбурно не звучало, мне там нравится. И они большинством голосов выбрали вот этот отвязный какой-то клуб. Ага. Как они мне сказали, там, говорят, тусуются малолетки. Вот так они мне закидывают. Я такой, хорошо, я приеду. После съемок собираюсь, приезжаю туда. Я еще так одет был, как будто в гольф играть собрался. Знаешь, вот такая на мне одежда, да. Повязана вот здесь это. Ну, такая, знаешь, ну, у меня поло, да, ничего не. Ну, короче, вот это. Клюшечку взял с собой, да. Миллиард долларов вот это все с собой взял. И, короче, приезжаю, смотрю, это называется. Давай название не буду рассказывать клуба. Я не знаю, это плохо, нет. Да пофиг. Короче, приезжаю к этому бару, бар-клуб. И там реально вот подростки, прям вот это, у которых, вот это, знаешь, тусовка, когда вот у тебя 300 рублей. Да. И ты должен выжать из них максимум. Вот эти стоят. Вот эти там, знаешь, я вот, и короче, я стою на входе, меня пускают. Во-первых, первое, что меня смутило, мне ставят печать. Ага. Это в каком году прикол этот был? На кожу, да? Печать. Вот она до сих пор не отмылась, но она не будет видно. Как вот на рогатый скот, понимаешь? Просто ставят, типа, просто печать, я такой, да, круто, все, вы меня пропустили. Я захожу, подхожу ко входу, я напоминаю, мне 34 года, и мне говорят, есть ли у вас какие-то таблетки? Я говорю, конечно, есть, у меня голова болит. Он говорит, нужно выкинуть. Потому что там, ну, нельзя проносить таблетки, это правило клуба. Потому что туда ходят подростки, они носят туда другие таблетки. Да, да. Я говорю, у меня голова заболеть может. Сегодня такой день у меня был, мне дали таблетки. Ага. И я выбрасываю свои таблетки от головы туда, прикинь, потому что они меня... Я такой, да господи, что за фигня происходит? Прикинь, если в определенное место куда-то выбрасывают, там феназепам, там еще... А там так и было. Там так и было. Там вот куча таблеток, и там вот эти все... всякие, да, которые я не знаю, и вот мои вот эти лежат. И он мне говорит, потом можешь оттуда забрать. Я говорю, я туда руку не опущу. Я туда не полезу никогда в своей жизни. Я захожу в этот клуб, и там, знаешь, не как мы ходим. Мы как ходим в ту же технику. Ты идешь, ты помылся, да, причесался, надеваешь свежее что-то, ну, посвежее, и приходишь. А там же вот эти подростки, он весь день бегал, на самокате катался, потел, дрался. Они в этих пропитанных потом футболках заходят туда и еще там потеют. Я в мужскую раздевалку, тренажерку недавно заходил, там так не воняло потом.
И я такой, ну вот он, рогатый скот, по факту. Вот они, вот почему у нас здесь печати. Тут вообще невозможно контролировать. Все срослось в моей голове. И мы же все ходили в подростковом возрасте в клубы, пробовали. И ты помнишь вот этих мужиков, которые сидели и... ели нарезки, вот эти богатые мужчины, да, да, с кальяном, да, соком, у них фруктовые нарезки. И я осознаю в один момент, что я этот мужик. Я этот мужик с нарезкой сижу. Вот так. Прикинь, тут у меня этот кальян, еда. У меня единственное, там какая-то еда есть, понял? Часы были. Ну, типа, я пацанам разгоняю, надо было вот так, говорю, взять сыром вот так, девчонки. Это ужасно. Но это очень смешно. У нас еда. Ну, это так странно было там тусоваться. Я, ладно, знаешь, я стоял, как будто прощался с молодостью. Вот так сыром махал. Пока! Как смешно. Такое, блин, это так странно было там находиться. Прикинь, лекарства просто забрали. Как тебе современные тенденции там? Слушай, у нас таких клубов не было. Мы ездили в Пятигорск. Да. Там вот так близко друг другу нельзя танцевать было. Там, если ты хочешь подкатить к девушке, было такое время, будь готов, что, возможно, придется с кем-то подраться за ее внимание. 100%. Я на них смотрю такой, сегодня никто здесь не подерется 100%. Ни одной драки здесь не будет. Йо, чувак, извини. Вот так это все пройдет. Просто доступных девчонок было мало, из-за них была конкуренция, братан. Ну, скажем так, да, такой сейчас город еще был, да. К сожалению, к счастью, неважно, да, и это вообще, ну, странно. Я просто стою с пацанами вот так вот, они решили там, я такой, ну, тусуйтесь, говорю, я, ну, нет. Там были парни помоложе, я говорю, идите, ну. А ты чё? Мне говорит, а ты чё? Я говорю, она в 3 раза моложе меня. Как я подойду к маленькой девочке и скажу привет в своем поле от гольфа вот так вот? Как дела? А чё, о чем я с ней буду говорить? На яхте покатаемся. У меня и яхты нет, понял? Я вот этот тип в поло, но без яхты, понимаешь, был. Понты-то проходят. Ты еще жалко, ты еще хорошо выглядишь. Было бы еще угарнее, чтобы ты был вот этим типом, знаешь, у которого вот пальцы такие толстые, ему обручальное кольцо уже сильно передавило. Да. И вот так вот сигарету... Чтобы прям заработал эти бабки. Да. Сигарету вот так докуриваешь, помидоры вот так тушишь и с официанткой вот так жирными пальцами медляк танцуешь. Дядя. Там такой разнос был. Там вот эти типы были. Вот такие типы там были. Там вот такие. Все-таки они были. Эти мужики были тоже. Вот такие 3 мужика. Я пацанам говорю, это мы. Если мы на танцпол пойдем, мы вот так выглядеть будем. Я говорю, я не пойду, я не хочу вот этим. Когда они вдвоем, и к ним вообще никто не подходит. Я такой, я туда не хочу. И там невероятный бизнес. Я не знаю, что за шарики, что там они... Да. Но там сидела... Короче, там вот эти шарики надувают. Ага. И подростки подходят, карту прикладывают и дают шарик. И там сидит молодой чувак, который уже устал надувать эти шарики. Вот так он отдает эти шарики. И рядом вот такая просто какая-то тетка. Вот так сидит. И каждый раз, когда лопается шарик, она на него вот так смотрит. Я за ними наблюдал. Я говорю, это какая-то ж тетя Люба, которая придумала бизнес. Она с Подмосковья на каком-то «Жигули» привязывает этот 2 баллона шаров и зарабатывает вот так сидит. И каждый раз, когда типа лопается шар, она вот так смотрела, но уже где-то, я помню, 3 подряд лопнула, она уже начала что-то на него ругаться, вот так вот делать. Начала, блин. Там такие бабки на этих шарах делают, отвечаю. Просто там карту каждую секунду прикладывалась просто туда. А что это вообще стоит? Это да я не знаю. Это недорогое, насколько мне известно. Я думаю, это не супер дорого стоит. Я вообще, насколько мне это известно... Прикинь, они вот так... Привет, Аня! Просто гели. Просто весело, блин. Как мне объяснили, там вообще прикол тупо в кислородном голодании, что у тебя мозг просто почти вырубается, то, что у тебя кислорода не хватает. А это в детстве прикол был, помните? Ну да, но я помню, ну там вот так делали. Шарика не было, надо было... Собачий кайф или что это было? Да. Как называлось? Я помню какие-то... Это вот сюда... Да. А ты приседал? Откуда они знают, как собаки кайфовали? Че, кайф тебе, собака? Уф. Хорошо. Гав-гав, бля. Это опасный кайф, на самом деле. Вот это задушить? Да, конечно. Вот про это я помню, что делали какие-то, он там что-то дышал интенсивно, приседал. Приседаешь, потом, короче, быстро-быстро должен подышать там сколько-то раз, и потом тебе кто-то должен придушить.
Да, я помню, и, помню. Ну, это страшно. Прям, ну, вот сейчас ты понимаешь, что это прям гиперопасно. Архиопасно, а ну мы это делали. Вот, короче, вот так я монологи пишу, понял? Вот так вот пошел в клуб и такой, ну это сдается. Ну, потому что это просто смешно. Я такой, я не кусовался, я наблюдал. Мне как тусовка не нравилась, но комедийно это все так смешно было. Эти туалеты, когда там общий туалет. Блин, в деревне туалет круче был. Как можно было убить так туалет, я не представляю вообще. Я зашел в кабинку, вот это, знаешь, ничего не трогаешь, вот так. Да. Вот так стоишь в этой кабинке, не дай бог чего-то коснешься вообще. Когда вот этот кран, салфетка, у тебя даже какие-то шутки, помнишь, про это были, про то, что ты аккуратничаешь. Я слушаю... Этот заезд есть. Я слушаю этот разговор девчонок там, они же заходят в этот клуб, в туалет точнее, и слушаю их разговоры, а там, ну, вот эти же девчонки, то первый курс, может, конец школы. Блин, пиздец, диджей заебался. Вот такой диалог, понял, всерьез. Насколько это больно просто, слушай. Да, блин, ну, это же больно. Это молодость, братан, это молодость. А ты что думаешь, мы круто, как убого смотрится. С нами были молодые пацаны, и они ходили. Я говорю, идите, потусуйтесь, подкатите. Ну, девчонки, плюс-минус, ваши ровесы, что вы, говорю, с нами сидите, типа, мы тут втухаем. Ну, типа, я, говорю, туда не пойду точно. Ну, вы кайфуйте, ну, вам не хотел вот это. И как убого смотрятся пацаны, когда подкатывают, но не разговаривают, типа вот так подкатывают, просто стоят. Вот так вот стоят. Следит за реакцией. Да. Просто не умеют пока. Ну типа, да, я понимаю, но вот я же помню, что я тоже так делал. Ты вот это ждешь, это по факту ты набираешься смелости, типа сейчас заговорю, сейчас что-то, что бы еще же есть такое сказать, блин. Только очень палевно официально набираешься смелости. Все видят, как ты предупреждаешь. Я на них смотрю и помню, вот они так тупо выглядели, если честно. Я понимаю, что это нормально, вот в принципе этот процесс нормальный, но со стороны очень тупо. Я такой, а, вот так мы выглядели, когда в клубе подходили. Я поэтому всегда восхищался к типам, которые вот так подходили и такие, типа... И девчонка такая... И они садились просто куда-то. Я думаю, ты что ей сказал? Это философ какой-то подошел. Это гений, блин. Я вот этот был, который стоит. Я вот это ждал, смотрел, ждал, пока на меня кто-то посмотрит. И потом шел домой. Ждал и пошел. Блин, ну круто. И ужасно одновременно. Ты в песочнице один раз меня поставил. В песочнице? Да. А, ты так звучит в песочнице. Прикинь, говорит, то, что меня в песочнице подставил. Я тоже не сразу понял, но потом... Это про КВН, да. Я подумал, да-да, закладку подкину в детстве, блядь. Блин, я еще по поводу... Я, кстати, думаю, это смешно тогда. Ну, это не оказалось. Короче, расскажем, раз так, а то да. Закинули. Песочница, для тех, кто не знает, это просто, короче, где КВНчики тусуются, когда фестиваль в Сочи проходит, там место, где все танцуют, и там главная сцена, и там кто на тот момент попопулярнее, они дают шоу какое-то. Да. И там была девушка, которая была... Той девушкой, которая объявляет номера команды своей. Ага. И у нее был прикол... Она всякие шутки говорила, и один из приколов, что она что-то, я что-то мило, я ведьма, вот так неожиданно сказал, я ведьма. И это так шокировало людей, что, ну, сильно зашло. Да. И что-то, она такая, кто задаст вопрос, что-то. И я ему говорю, скажи ей, Бобраски, ты в постели, ты же ведьма. Ну, будучи тем типом, мне казалось, это круто, ну... Сейчас все умрут. Она как напряглась. Все так напряглись. Я такой, господи, мне так стыдно. А он это еще сказал. Такой... Она к тебе подошла, да, еще? Что она сказала? Она потом подошла, там что-то предъявляла. Ну, я не понимал, как действовать. Ну, бурагозить, что ли? Да, да. Мы еще не привыкли, что можно сказать, извини, пожалуйста. То есть, ну, тот я, короче, ну, это было западло, короче. Тогда, блин. Извиниться. Что? А я еще, знаешь, о чем? По поводу молодости. Это вот буквально на днях я себя поймал на этой мысли. Я вот не знаю, прорабатывается ли это как-то. Вас, кстати, уже 740 человек. Онлайн продолжает расти, видите, это работает. Ставим лайки ради отца теперь. Yes. Да. Там еще нормально родственников, так что да. Я прям, ну знаешь, бывает, когда ты какое-то слово говоришь, не чувствуя, а вот я что-то на днях гулял и прям вспомнил ощущение именно беззаботности детской. Да. Когда ты, вот я прям помню, что уроки, после уроков
все, типа, вот как будто все мои заботы — это уроки были. И да, то там особо забот не было, пока не, ну, типа, в середине четверти. И когда закончились уроки, ты такой: иду домой. Вообще не, вот абсолютно нулевое давление на тебя извне. Да, есть, да, да. Тебе кажется на тот момент. Это ты сейчас так... Да. На тот момент кажется, что вообще... То есть еда, жилье, вот это все. Но я просто к чему? Я почему об этом подумал? Потому что сейчас у меня ощущение, что вообще возможно ли достичь этой беззаботности, потому что я себе в голове такой: можно. Даже если я сейчас уеду на месяц, не знаю, в Таиланд отдыхать, мой мозг, мой мозг, он все равно будет такой: я счетчик, если что, не выключаю. Давид, мы взрослой жизнью живем, у тебя деньги накопленные есть, но каждая минута тебя здесь, это твой баланс идет вниз, а не наверх, когда ты как в Москве ты работаешь. Да, да. То есть, как будто... Чувак, ты не один, там Патрис и Алана еще, не забывай. Да, то есть у тебя, забыть про вот этот баланс невозможно сейчас, потому что, слишком самостоятельная жизнь. Но такие типы есть, и они, как правило, остались в твоем городе. Да. Я их встречаю, у нас там есть пару типов, и я вот, мне уже 34, и представляешь, и вот этому пацану, он даже, по-моему, на год меня старше был, и я иду по городу, реально, мне скучно, я сейчас не хвастаюсь, типа, я супер умный, я просто иду купить книгу, потому что такой, мне настолько нечего делать сейчас, да. Я хочу купить какую-то книгу, почитать, типа, я вот иногда, у меня бывают такие заходы, я такой, иду покупать книгу. Плюс покупать книгу круто, если честно. Ходить покупать, сам процесс тоже круто. Я книгу покупаю, там вот ходишь. Я иду, короче, по городу. И мне навстречу вот этот пацан из КВНовского прошлого. Он с нами не играл в КВН, он просто с нами тусовался, типа. Круто ездил с нами. Да, ты понял, я просто имя не называю. Да. Хороший пацан сам по себе. Бездельник. И он идет, и он такой: а это день, это Карачаево-Черкесия, город, понимаешь, идем, будни, идем, я иду, короче, я-то что, приехал там с мамой, там, побыть по городу, прогуляться, с друзьями видеться, иду за этой книгой, у меня встречу выходит, такой: салам алейкум, как ты, она нормально, ты как, че, да, думаю, сейчас пойти пиво дать, я такой: что, Карачаево-Черкесия, днем, в будни, ты идешь? Да, будучи 35-летним типом, и такой: да, сейчас думаю, пивочек. У нас так еще, у нас на карачаевце, который... окончание то же самое, что и на русском, чик, может. Ну да, но они типа пивочек, к пиву уже хорошее отношение, они говорят: пивочек. Ага. Пивочек. Попью, типа, пойду. Типа пивочек, наверное. Ну, ты не знаю, на русском так не говорят. Пивка, это пивасик, это на нашем пивасик, пивочек. И он такой: пойду сейчас пивасика дам днем. И я такой: ноль забот у него, ноль. Да, если он такой: вот это дело. А я такой: блин, давно не читал, почитаю, понимаешь, я иду туда. А он такой: я пивасика дам. Потом у матери денег возьму. Не, я понимаю, потому что ты когда рассказывал, конкретный человек из Осетии, у меня тоже сразу всплывает персонаж такой, потому что они у нас... Жаль, что не один просто. Да. Но скажи же, как круто их встретить и пообщаться. Это пропитаться такое: а можешь еще мне беззаботностью пропитать? Ой, спасибо большое, так круто, ты такой беззаботный. Тебе так насрать на все. Да, да. Блин, ты так круто забил на свою жизнь, блин, чувак. Огромное спасибо. Я так тебе завидую. Я даже немного сейчас почувствовал. Тоже так. Как будто в ретрит попал, да, с ним? Постоял немного, такой круто. Блин, вообще кайф. Блин, а я вот не знаю, а если денежный вопрос, вот миллиард долларов на тебя упадет, пропадет? Ну, наверное, все равно поменьше станет. Вот все-таки, наверное, поменьше станет. Вот. Миллиард долларов, как минимум, ты знаешь, о чем подумаешь? Наверное, сверхъестественная какая-то. Ну, в смысле, я условно большая, сказал. Она тебе больше проблем, может, принесет. Ну да, я условно сказал сумму, но я имею в виду больше сам факт того, что, наверное, большинство забот все-таки с финансами связано. При том, что уровень достатка... Не, в один момент еще за родственников переживаешь, то есть... Ну да, это... Типа такой, все равно люди стареют, и ты такой: блин. Но это опять взаимосвязано с бабками, потому что ты такой: блин, если что, помочь, чтобы я имел возможность. Да. То есть я живу по принципу, то есть я вот этот мужчина, который взял на себя ответственность там за огромное количество людей на родине, плюс там в дальнейшем хочу и жениться, там дети, то есть я такой: о, как много людей, надо сильно работать. А ты говоришь: трудолюбивый. Вот, брат, все шутки
матери платье купить. Вот зачем эти шутки, понимаешь? Короче, да. Круто, знаешь, круто. Вообще подарки маме дарить круто. Ну да. Я ей дорогой подарок. Она всегда такая, не надо, типа, не трать. Ей приятно, короче, она такая. И я был в Дубае. Я, то есть, себя не баловал вообще. То есть я такой, маме, там, жилье, там, маме, все, там, вот так организовал, маме. Ну, типа, хотелось базу вот эти потребности какие-то закрыть. И, короче, такой разрешил себе, я такой даю, и на месяц полетел отдыхать просто вот это на Бали и в Дубае я побывал. Блин, так круто было, я вообще, ну, я такой, жизнь. Я прям тратил деньги, понял? Я так никогда не тратил деньги, как тогда, просто. И я такой, блин, хочу маме подарок купить, дорогой. И во мне все равно кавказское что-то было. Я такой, хочу купить ей такой платок, чтобы ни у кого не было в городе. Да. Я захожу, я начал ходить по этим магазинам. Я стоял в очереди в Louis Vuitton. Это как странно, что в Дубае в очереди, прикинь, люди стоят в Louis Vuitton вот так. Вот как вот ты в метро хочешь зайти вот так, когда много людей, они вот так в Louis Vuitton стоят просто. Да там посмотреть. Короче, походил по этим, Dior, не Dior. Прикольное ощущение, знаешь, ты типа уровень нормы повышаешь, и такой, круто, себе пару дорогих вещей купил. Я себе такие дорогие вещи никогда не покупал. Я просто хотел узнать ощущения. Как быстро привыкаешь к этому ощущению. Представляешь? Мы всегда же, помнишь, вот этими типами были? Что, за 10 тысяч? Дебил, да. Я на 100 кроссовок куплю за это. Еще я оденусь, и семью одену, еще зимнюю куртку за это куплю. Да. А тут ты просто покупаешь одну вещь и такой, какой кайф. Такое ощущение, когда тебе в Баленсиаге подходит продавщица и такая... Ты такой... Это у вас диалог. Ты такой, да-да, это я, это все я, блин. Она тебя заколдовывает. Да, заколдовывает. Ну, там легко заколдоваться. Ты уже принял решение, что потратил деньги. Я ей купил, короче, дорогой платок, и мне в первый раз в жизни такой дорогой подарок сделал. И именно ощущение того, что это что-то эксклюзивное, понял? Вот это чувство, и ты даришь. И она такая, я это надену один раз всего. Она такая, я всего лишь один раз надену, больше никогда. Когда это не надену? Я такой, да мам, походи, ладно, что ты? И она вот не надевала. И потом, да, сестра замуж вышла, я такое. Настало время. Правда, в деревне хер кто поймет, что это из Louis Vuitton. Все подумают, платок в горошек, бля. Но ты будешь знать. Ты будешь одна знать, в каком ты состоянии. Ментально. Ментально она себя реально чувствовала. Прикинь, вот так, типа... И энергетика, действительно, одежда создает энергетику. И к ней прям тянулись люди, и с ней так общались. Вот эти, знаешь, родственники разные, другие тетки, они такие, что-то ей говорили, хвалили вокруг нее. Я такой, это вот так работает. Я со стороны наблюдал, думаю, пипец, какая крутая мама у меня. Как круто, прикинь. Вот так работают вещи, оказывается. Это дело же не в вещи самой, а вот да. В ощущении внутреннем. Ну да, по идее, эмоцию-то ты создаешь в голове, да. Своей, у тебя восприятие вещей. У тебя эмоции, кайф. Да. К сожалению, что они с каждым разом, видимо, все дороже становятся. Типа, да. Как с наркотиками, походу, происходит. Типа, все. Да, привыкание идет. Ну все, уже кроссовки не торкают, да, типа... Да. Вот это было у тебя, что ты настроение так себе такое, ну надо заполнить немножко пустоту одеждой. Да, да, да. Такой, пойду куплю себе Джордан какие-то. Да. И это чисто на час хватает, блядь. Да, но сейчас, конечно, у меня сейчас проблема просто, что в принципе нормальных шмоток я вот не знаю, где купить. Да? Ну да, но может я просто, но я еще и, я так говорю. Не, есть, я не знаток еще и мест. Не, я тебе посоветую потом. Классные места есть реально в Москве. Это неправда, что их нет сейчас. Я, кстати, реально, просто надо дороже. Не забыть, я у тебя спрошу. Да. Уже за 800 перевалил онлайн. Алан, зачитаешь нам пару донатов, и мы... Да, зачитаю. И мы ответим. Я задам свой вопрос. Абарян, 1000 рублей. Это что за диалоги? Спасибо за творчество. По традиции не могу не упомянуть легендарный скетч про клювокрыла. Спасибо за донат. Брат. Это нишевый. Это тебе спасибо, брат. Ты легенда. Круто. Это мы с Расулом сняли скетч. Прям профессионально сняли. Типа. И просто в Инстаграм выгрузили, он там сколько-то набрал просмотров, и все, так отпустили. Ну, это вот это, знаешь, сейчас же просто ты можешь снять вот так на телефон, что да. И мы с Давидом едим индейку, и что-то ты мне сказал, и 1 000 000 просмотров, и вот это нас да, оператор да, снял, там все, и там просто там 20 тысяч просмотров. Я такой, ну ладно, для себя сделали, пусть будет. Попробовали хотя бы. Но я уверен, если вот постоянства в этом всего не хватает, ну просто тяжело было снимать, реально тяжело было. Вообще актерское мастерство, которым я не обладаю, ну, то есть максимально, что мог на тот момент, именно на камеру
невероятно сложно, потом смотришь в кадр такой, ну, чувак, у тебя даже не шевелится ничего, на лице ничего не пошевелилось бы. Я так, я по актерке чуть лучше, чем Карина Кросс. Просто вспомнила Карину Кросс. Смешно. Танзиля, 100 рублей, Марат, мордашку проще. Спасибо за донат. Ай, Дживоджи, это, видимо, сестреночка нашла тебя. Даже здесь мордашку проще, говорит. Спасибо за донат. Да, спасибо. Прапорщик Задов, 100 рублей, привет. Я сегодня купил себе Nike LeBron и доволен как слон. Хочу носить их везде и всегда. Круто. Желание заниматься спортом стало сильнее благодаря этому. Давид, какие у тебя кроссовки для баскетбола? Спасибо за донат. Ну, это я понимаю твою эмоцию. Это я еще помню, что я когда был в Осетии, я года 4 ходил, я ходил на базар, покупал кеды за 150 рублей. И играл в них в баскетбол. Вот эти кеды, знаешь, наверняка... Вы... Да, да. Которые сейчас стоят 10 тысяч. Видите, вот это просто тип кедах идет, и такой, ну это уже конверс, это другие. Ты такой, я на базаре в этом футболке. Нет, чувак, это конверс, это другие. Помните, вы наверняка тоже заходили у себя в регионе, в спортзал заходишь, и там дети носятся, и у них тормозной путь метров по 6. Да, да. Кстати, бегают. Да, 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 да. Вот я в таких играл в баскетбол. И потом в какой-то день мы поехали во Владик. Ну, типа, я в Ордоне, не во Владикавказе жил, еще в маленьком городе рядом с ним. И мы поехали во Владикавказ, и там у нас был Джой, магазин спортивных товаров. И мы с отцом заходим туда, и там как раз LeBron кроссовки, на тот, я до сих пор помню этот момент, LeBron Solder 2 называлась модель. И, ну, мой детский мозг настолько не допускал мысли, что мне их могут купить, что мне в какой-то момент отец говорит, здесь есть баскетбольные кроссовки? Я говорю, да, вот эти... то есть меня вообще его вопрос ни на что не натолкнул, настолько я не верил. Я такой, да, вот стоят LeBron Solder 2, вот это баскетбольные кроссовки. Не понимаю вообще, зачем ты меня спрашиваешь. И он мне когда вкидывает, такой, ну бери их. И я такой, я помню, что я их купил, я тоже, вот как в донате было написано, что хочется вообще везде в них ходить, потому что профессиональный баскетбол, ну, под баскетбол сделанные кроссовки и кеды за 150 рублей, да. Я просто, ты в них стоишь, чувствуешь, как у них амортизирует подошва, сцепление, вот это все сразу невероятные были. Слушай, кроссовки. Сразу начал все выигрывать. Я думаю, самое обидное купить профессиональные кроссовки и дерьмово играть. Такие есть тоже. Типа... Это моя история. Профессиональное кимоно. Я просто сторонник такого, что нужно сначала начать играть, а потом купить, когда тебя заставят. Просто некоторые начинают с покупки. Вот это, знаешь, купил весь набор и не пошел. Да, да, да. Таких же много людей. Есть даже такое, я помню, на тренировках, если кто-то, приходишь на уличный баскетбол, еще куда-то, и если есть там тип, на котором, знаешь, вот эта повязка, рукав один, второй, ты такой, точно плохо играет, точно. Потому что лучше... Он компенсирует. Как будто его мама собирала на баскетбол, и на пультики надень, пожалуйста, и на коленники. А самые жесткие типы вообще без брендов, черные шорты, белая футболка. Да, без майки вообще. У нас самые жесткие типы в селе босиком футбол играли. Бах! И мяч улетал, а ты в кедах так ударить не можешь. Просто вот эта нога у него сплошная мозоль. Как ударил, бля. Мяч, как у Криштиану Роналду. Вот так. Самые жесткие типы вообще не играли ни во что. Настолько. В других местах исполняли. А сейчас я играю в Джорданах. Я даже не помню модель, но тоже мягкий, удобный. Но сейчас уже такое разнообразие баскетбольных кросс, что в Джорданах играю, мягкий, удобный тоже. Круто, круто. Это вообще, я помню, у меня брат футболом занимался, и когда ему бутсы купили, он такой счастливый был. Кожаные бутсы. Это вот что-то из этой области. Я помню футбольные кеды. Знаешь, сначала были вот эти стандартные кеды черные, вот это с белым. Потом появились, у которых вот так уже, не вот так разделение резинка, а вот уже вот так полукруг. Ага. И там такие как будто шипы. Да, как будто мяч можно подкрутить этими шипами. Ты такой, блин, нифига себе. А потом начали шипы снизу еще резиновые добавлять. Да. Ты такой, это почти бутсы. И начали вот это покупать. Я помню, я футбол в детстве, сейчас уже так не играю. Вот каждый день мы играли, у нас было поле, вот я в Черкесске жил, когда
каждый день мы выходили и вот играли в этом маленьком сетке поле, и у нас вот эти все бутсы, вот эти прикольные, знаешь, да. С разными. И я вот помню эти резиновые снизу шипы, и они ломались быстро очень, ага. Потому что это же не настоящие шипы. Ну и в целом это вообще крутое состояние было, вот эти любимые... кеды, и ты приходил и играл в футбол. Только в футбол. И потом да. В один момент наступает взрослая жизнь, и тебе кенты говорят, пацаны, за гаражи пойдем, пиво попробуем. Винстон! Ты такой, бам, да, погнали! И за гаражами, просто вот это, за гаражами, понял? Вот эти... Вот это как вообще самое отвратительное место в мире за гаражами всегда было. Да. Просто. Там все сигнализирует, и что бы здесь ни происходило, это плохо. Да, да, да. Останется здесь. Я всегда тогда думал, я ни за что гараж себе не куплю. Зачем мне детство разрушать кому-то? За ним люди будут курить. Оно мне надо. Просто Маш. На самом деле, если вспомнить, как проходило наше детство, иногда становится странно, как мы вообще. Добрались. Здоровыми, нормальными людьми до сегодняшнего дня дожили. Ну да. Я жил на Дальнем Востоке. Я же родился в городе Дальнереченск, Дальний Восток. У меня там мое рождение произошло, да. И, ну, крутой город по моим воспоминаниям детским. И, блин, я сейчас вспоминаю, какой это город был и как мы там жили. Ну, в смысле, мы просто среди каких-то преступников, наркоманов ходили, прям их много было. То есть... Мы эти стройки ходили, там какой-то хоп, бегаешь, там что-то, и тут тип полиции сидит, и такой, и побежал дальше просто. Вот такое типа детство было. Потом вот эти прыжки по стройкам, там какие-то штыри, вот это упадешь, как Mortal Kombat, тебя проткнет просто, да. Есть. Да. У меня вот тут два шрама есть. Это мне поставил ублюдок один соседский. А, ты рассказывал, камнем, да, который... Был тип, всегда, был, сука, тип соседский, сын алкаша. Ага. Ну, кстати, я тоже. Но мы по-разному выросли. Я думаю, он тоже стал. И этот. И он, короче, этот. Он, когда его кто-то разозлит, или он сам там что-то говорил, его кто-то ударит, он отходил и очень точно камни кидал. Всегда вот так он наводящийся. И от них невозможно было увернуться. Сука, так он круто их кидал. Я что-то в моменте был у них во дворе, в его дворе, и мы там что-то игрались. Я не помню, что мы делали. Свинец плавили, наверное, что мы там делали. С аккумуляторов сливали кислоту и потом свинец плавили. Вот что-то такое делали. Я не помню, из-за чего мы поругались. И он прям вот так вот прям сильно рыдает. И я вот так перелезаю, такой, все, я ухожу. Я же, знаешь, сейчас кидаться начну. Все, я перелезаю. И вот так мне палка летит. И вот так двумя штырями, бах, блин. И вот так кровь потекла. Вот мне навсегда вот тут два шрама, понял? Я вот это никогда не забуду. Я домой такой пришел. А это же детство, никто же не помнит ничего. И потом прошло какое-то время, я выхожу, а он прям перед моим двором играет песочницу. Я такой, ты тупой? Я тебя искал все это время. Там еще два шрама где-то. Ну не, он потом убежал камни кидать, я такой, ну это уже я... Да. Ну Нео бы от него не увернулся в матрице. Он бы его подбил точно. Я помню, тоже я камнем прям... Ну у меня камень прям был. Я помню, что прям возле дома какие-то кучи строительные. И мы с чуваком... Извини, что я там этот... такое просто я сказал, что там такое место было, что там все были сыновьями алкашей, потому что в то время все пили. Типа, было время, когда все отцы пили. Типа, не было, что кто-то... Ну, такой, типа, не было ни одного отца, который вот это на бицепсах ходит. Время, когда женщины тащили. Да, женщины тащили, отцы бухали. Неважно, в каком количестве. Поэтому я сказал, что я тоже, потому что все тогда, понял? Да, извини, я хотел ремарку просто ставить. Все. Просто я... Там короткая у меня просто история. Я просто ее вспомнил, когда мы там кучи насыпаны были. Вот перемешка, песок, камни, все дела. И мы с чуваком, то есть, вот так по очереди вставали. Я помню, как я встаю в какой-то момент, когда камень летит. И просто происходит вот это попадание. Хэдшот, у меня там тоже кровь потянула. Ну, куча шрамов тоже. У меня есть история с той стороны. Я кидал камень. Мы как-то поехали, ну, короче, по детству еще. Дед нас, короче, собирал. И, короче, всех внуков, там, дочерей, сыновей, короче, и какое-то поле было. Ну, грубо говоря, такой нужды не было в поле что-то собирать, да, там. Он сажал что-то там и просто там мясо там сварить, короче, покушать там. И мы, короче, разбрелись кто куда. Я кидал камни. Понял, ну вот горка, я залез на горку, и она как-то круто обрывается. Там внизу кто-то ходил, но я не знал об этом.
Я, ну, блин, чтоб не соврать, наверное, вот такой волну отвечаю. Я кидаю, и потом я слышу какой-то тук, какой-то звук. Я что-то там понял. А, это, ну, это мой двоюродный брат. Причем, ну, один из любимых моих братьев, я ему по башке, короче, попал. В Америке живет, если видит. У меня было... Извини еще раз. У меня было, что я камень кинул в школе тоже, и большой камень кинул. Я вообще не планировал ни в кого, просто в сторону кинул, и в девчонке прям в голову бах, одноклассница зарядил. А когда ты в девчонку попадаешь, ты такой, мне вдвойне плохо. Ну, я вообще тварь. И потом она заплакала. Плакал, позвал старшего брата, и он меня вот так через забор держал, такой, я меня что-то ругал, а я такой, да, я виноват, извините, я вообще, а потом позвал своего старшего брата, потому что он тоже лишканул, я же, ну, извинялся. Вот это вот виндетта, да? Да, да, да. Блин, у нас еще угарная история была, мы поехали уже в Баск, уже взрослые, ну, относительно взрослые были, там, не знаю, 11 класс-первый курс, наверное, 11 класс, поехали в Ессентуки. Заселились в гостишку, и там вечером пацаны пили пиво. И приходит тренер. А с нами был, ну, типа, у нас был тренер взрослый мужик, такой, наверное, ну, в районе 50 на тот момент. И его сын, которому где-то 25. Оба тренера. И в тот раз с нами поехал его сын. И из-за того, что его сын, поэтому пацаны и пили в номере пиво, потому что, ну, такой, типа, он постарше нас, но сам тоже молодой. И в итоге... Пацаны пьют пиво, в номере человек, я не знаю, 8, баскетболисты здоровые все, и он врывается такой, вы что тут устроили, нет, да, пиво, да, и он берет, а там, знаешь, вот это, я не знаю, это 2 литра или сколько, которая прям крупная такая. 2 литра, по-моему, была. Наверное, 2, да. И он, короче, ее берет, а она почти полная, и он ее берет, вот это пиво пить, и вот так просто в окно, мы на втором этаже в гостинице, он его просто вот так в окно... отпускает и что-то начинает ругать, и слышно, как он попал в кого-то. Чё, и он такой, что произошло, и решил просто забить. И что-то нам качает, и в моменте через, типа, 2 минуты дук-дук-дук, кто-то стучится в дверь. И заходит чувак наполовину там что-то облитый пивом, тоже молодой парень какой-то, ну, постарше, вот где-то его ровесник нашего тренера. И он там что-то, а этот, который наш тренер, он сразу такой, извини, у него какой-то вот такой голос был. Извини, как будто пырнет сейчас, да? Да, это, да, вот пацаны пиво пили, я вот, чтобы их проучить, извини, что-то вот так вышло. А тут прям вот он пришел драться, он прям в ярости, типа он сильно недоволен был. А он при этом заходит в комнату, где толпа типов. И, а он в итоге тренер, он... Все сам... настолько большие, что вот так сидят. Да, реально такая картина была, тренер самый мелкий был. И он просто стоит, и вот он понимает, что ну не вариант драться, слишком здесь много пацанов стоит. И он стоит, этот тренер извиняется, он такой на тренера смотрит, такой... Пацаны у тебя здоровые, а сам ты черт. Похвалил вас. Да, а он же нас только что ругал, мы к нему тоже негатив испытываем. В итоге картина, где мы просто... Блин, как смешно. Блин, это как смешно. А пацаны у тебя сильные, красивые и накачанные. А ты лох, блин. А ты лох, урод, у тебя жены не будет никогда. Блин, какой угар. Алан, вау, у вас уже почти 900, может быть, до 1000 добьем? Дай бог, там... дай бог, до 1000 добьем. Блин, 2 часа ночи. Делаем, делаем. Забыл, кстати, зачитать традиционный донат от Юлии С. Сердечко U5, спасибо большое, каждый раз, каждый... Я надеюсь, ты правильно читаешь, здесь странный... Я правильно читаю твой донат, потому что U каким-то странным символом приходит, но ты никогда не поправляла, поэтому, наверное, я правильно зачитываю. Тебе тоже сердечко, спасибо за регулярные донаты. Дай бог. Алан? А, да. Барян, еще 1000 рублей. Бабушку люблю, она не похожа на бабушку Тимура, но стендап попал сильно. Пригвоздила, когда понял, что бабушке уже не 60 с небольшим, а за 80. Немедленно поехал, навестил, бабушка с детства связывает. Спасибо. Красава, брат, вот все четко. Вот оно работает, конечно. Красавец, еще да, еще здоровье ей проверь, брат. Еще, может, лет 5 ей добавишь спокойно. Да. Респект, спасибо за донат. Да. И здоровья родным.
АА, 100 рублей. Давидик, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Да, прямо сейчас. Я ухожу от тебя к Андрею Атласу. Тот донат 300 евро полностью покорил меня. Я вижу наше будущее в кулинарном подкасте. Спасибо за донат. У нас был Андрей Атлас, и мы не зачитали выпуски с ним, но он нам задонатил 300 евро. Нормально. А, точнее, не зачитали, потому что я об этом не узнал. Ага. И, потому что Андрей начал маячить Алане, чтобы она, типа, да не надо ничего говорить, это, типа, ну, ему понравилось, он просто нам решил взгреть. А это кто-то спародировал, что это Алана повелась на 300 евро и мне донатит, что, я же правильно понял? Я не знаю, я подумал. Я ничего не понял, блин, вообще. А кто от меня уходит? Я один потерялся. Я поэтому я ничего не понял, что вы говорите? Ну, кто-то прикол прислал текст, типа, Давид, я от тебя ухожу. А кто от меня может уйти, кроме Аланы? Да я не знаю, может, у тебя еще кто-то есть. И типа вот. Ну, к Андрею Атласу. А, типа, да. А, типа она на 300 евро появилась. Да, типа шутка в этом. А, ну, прикол в том, что... деньги ничего не значат. Доверие не купишь за деньги. За деньги купишь только кроссовки. Искренне только мама любит брат. Да, да. Но за деньги еще сильнее. Да, мы просто в следующем... Мы в следующем донате, ой, в следующем подкасте... Давидик, а ты выступал сегодня? Да. А деньги платили? Вот это же всегда. Давидик, я так сына называю. Я сам тоже Давид. Ай-яй-яй, вот же как оно совпало. Респект, хорошее имя. Да, хороший вкус. Очень крутое имя. Поэтому да, спасибо за прикол. Жамес, 100 рублей. В школе первый раз купил настоящую форму Bulls 23, номер, конечно. На первых же соревнованиях 50 очков дал. Тогда казалось, что форма зарешала. Спасибо. Круто, круто. Ну, наверное, это в том числе и физически может начать работать. Потому что ты такой, ну, чувствуешь прилив какой-то ментально. Ментально, да, да. Ты физически уже готов, и да, тебе нужно было... Дополнение. Вот этот щелчок. Просто это всегда ассоциация с вот этими богатыми детьми, которым покупали, и они... И ты такой весь в шлепках стоишь, такой, а, я ну, тоже ну, хочу. У меня не сработало, если честно. Я сейчас помню, эти были кимоно Рейспорт. Ну, ага. Такие, понял, там два раза постирал, все, камень. Ага. Носишь на себе камень, спина вся в этом. Угу. Потом как-то мне отец, короче, купил Мизуна. Короче, это было, ну, просто, я не знаю. Мизуна? Да. Айфон среди кимоно? Примерно, да. Мизуна Pro Max? Да, 365 гигабайт. Да, да. Ничего, поехал на соревнования, сразу пролетел. Но мягко приземлялся. Причем чуваку проиграл, которого до этого раскатывал. Понял? То есть, наоборот, короче. Да, да. Получается, как свадебное платье. Один раз надел и оставил. В спорте это один сплошной проигрыш, если честно. Я не знаю, я ради чего тренировался. Ну, то есть, ну слушай, таких людей, наверное, очень много. Спорт, да, спорт жесткая вещь, я имею в виду. Ну, время решает, понимаешь? То есть, ну, есть какая-то вещь, которой ты занимаешься, и со временем ты что-то вроде достигаешь. У меня такого не было. Блин, я у кого-то шутку помню, не помню у кого, что типа я все детство занимал там вторые, третьи места. И все время этим чемпионом кричал, типа, где вы бы были, если бы не я? Да, кто-то да, да. Должен занимать вторые, третьи места. Ну, да. А он так говорит, на Скандербек, ну это как Скандербек? Армрестлинг. Армрестлинг. Скандербек кто-то говорит? Тоже кроме... в Осетии называли, не знаю почему, я всегда думал... В России так говорят? Бег. Ну типа центральный. Этот спорт развит именно в Осетии круто и в Карачао-Черкесии. Самые сильные чемпионы, если на Северном Кавказе да. брать. Северная Осетия и Карачао-Черкесия, да, чемпионы. Но я помню, что меня и тогда всегда смущало, я слышал бег и не мог понять. Я такой, Скандер, это что, скандинавский бег какой-то, а тут вообще рука, ну, армрейслинг. Это бег, я не знаю, это может что-то с тюркского, похоже на тюркское. Что-то. Да, да, на имя похоже Скандер, какое-то. Не знаю, на что похоже, на что-то скандинавское реально. А вот там бег похоже. Да, да, к вам приехал Скандербег. 6 минут осталось, выходите. Сильвестр Скандер какой-нибудь, знаешь. Скандербейк. А что ты хотел сказать? Что... Не, что Марат круто всегда. Ну, типа, я, допустим, у меня было такое, вот у меня в классе были типы, которых, условно, я сильнее, да, там, когда вот учился в городе. В селе такого не было. В селе все мутанты были. Да, в селе это... Да, да. Ну, спокойно могли, потому что это отдельно тоже навык какой-то, мне кажется, да. В селе, конечно. Ты знаешь, там просто, ну, есть классическое понимание силы, да, там, отжаться, подтянуться, там вес толкнуть. А тут больше работает не сила, сила только связок больше.
Там, блин, а вот это вообще прокачиваемая вещь. Как... Связки, да. Да. Это статическое упражнение. Связки качаются больше, ну, от статики. Но они могут качаться. Да, ну да? Как, они закачиваются тоже, да. Крепчают? Да, крепчают что-то. Вот. Ну, я не знаю, как правильно это назвать. Ну, то есть ты можешь их развивать. Ну, типа никто не скажет, какие у тебя красивые связки, да, видимо. Это что-то, что нужно только испытать. И предрасположенность, по-любому, тоже какая-то, ну, физическая должна быть. Я не знаю, вот я такой худой. Я не скажу, что я там супер круто шел. Ну, относительно там таких же худых, как я, не знаю, но нормальные такие серьезные руки ставил. Mm. Почему-то. Ну, это предрасположенность, потому что я для этого особо ничего не делал. Я понимаю приблизительно, потому что у меня, похоже, в баскетболе была... Я сильно хорошо чувствую вес своего тела. И... Это круто, тебе бы и в борьбе пригодилось. Вот, а я как раз, я толкался, то есть я в команде был самый высокий, и в масштабах Осетии я, в принципе, был высокий. Но когда ты выезжаешь на юг, там уже настоящие центровые, которые там 2.10, 2.05. Да, да. Но я все равно за счет... А я 190, типа между нами 15 сантиметров разницы, но так хорошо чувствовал свой вес, и у меня, видимо, в нужной точке находится центр тяжести. Потому что вот у меня был одноклассник, он 2.10, но у него высоко центр тяжести находится, и поэтому... Он неустойчивый. Да, чувак, который чуть-чуть ниже, он его... Ну, то есть... Вот центр тяжести моего одноклассника, вот его. И когда у тебя ниже, то тебе легче его подвинуть, потому что он, у него центр вот здесь. И я вот этой фигней, то есть чувак здоровый, а протолкнуть меня не может. Вот я понял, ну тоже просто, и ты это не прокачаешь, оно вот просто есть. Вот просто, ну, прикинь, да. Центр тяжести невозможно сместить, пока такую операцию никто не делал. Но центр тяжести невозможно сместить, но против каждого твоего плюса можно придумать, ну, контрдействие. То есть если это все прорабатывается. Я, ну... У психолога. У меня вот так... Да-да, просто прими, что у тебя центр тяжести не в центре. Мы вместе выросли, да? Он до какого-то времени был, ну, такой же худой, как я. И, ну, физические данные были слабые. Но он очень хотел. Всегда очень хотел. Сейчас ты посмотришь там, ну, это просто, ну, машина для убийства. Он всю жизнь занимается. Он сейчас оперативником тоже работает. Как звучит, да, двойственно? Машина для убийства. Ну, оперативником сейчас работает. Круто, что в мужском мире это комплимент. Но он машина для убийства. Ты такой, я не хочу с ним общаться, он меня убьет тогда. Не, просто у нас свои же какие-то понятия о том, что такое машина для убийства. Блин, Алана, кстати, тоже так готовит, что отъезжает любой. Да, да. Меня Алана убила своим блюдом. Люди травятся только так. На самом деле это плохо. Кстати, все я приготовила. Блин, круто. Да, клубнику очень. Обожаю твой сыр вот этот. Ты чего делаешь? Расскажешь рецепт клубники? Кэшью, это ты, да? Да, все я. Че, донат? Угу. Киселева Мила, 150 рублей. Доброй ночи, катаны, традиционный донат любви и уважения. Хороших вам выходных и насыщенного лета. Давид, ты сезон-то открыл или из-за носа до сих пор нельзя? Спасибо за донат. Вот он задышал нос. Но я вот с понедельника иду в тренажерку, там я слегка побегаю, пойму, как мой организм на давление регулирует, и если все нормально, то начну в баскет поигрывать тоже. Тут вот пишут, Тимур просто разговаривает стендапом. Ну, это уже... Профдеформация, видимо. Катана, она сказала, они играли в Катан. Настольная игра. Катан? Да. Как она называется? Там, короче, за ресурсы борешься. Строишь дома за ресурсы, типа... На поле, что ли? Не-не-не-не. На поле сейчас просто улица. Как она по-другому называлась? Она просто... короче, в офисе начали. И вообще, настольные игры мимо меня были. Пацаны такие, да попробуй. Ага. Ну там на флаконе хеток, пацаны, тут там еще катаны, сам Велги, наверное, вот мы, типа, ну давайте, такой, ну ладно, блин, а меняешь стену на барашку? А, во, я понял. Да-да, а глину меняешь на камень? На кирпич там. Да-да-да, и у нас все время один и тот же прикол, кому сексуальная барашка нужна, один и тот же прикол, уже лет 40 играем это, барашка, смотрите, какая тёлочка, какая нормальная барашка такая, смотрите, какая у нее жопа, кому кто-то меняет вообще? Да, я понял, что за игра. Блин, классная игра, реально классная игра, но там все равно доля удачи, конечно, есть. Удивительно, когда ты вот эти кости бросаешь, иногда просто какая-то матрица, одно и то же выпадает, ага. Типа 4 раза выпало, там 6,
Такой, да не может быть вообще, это нереально. Да. А еще бывало такое, у меня часто такое было, я такой, хоть бы 12. Да, да, да. Ну, я такой, ну понял, и в этот момент я может, обычно не загоняюсь, Алан, но в этот момент я реально думаю о том, что мы в матрице живем, когда такие вещи происходят. Как будто кто-то нажал, такой, ну ладно, 12. После последней матрицы я разуверился в том, что мы живем в матрице. Ну, там уже коммерция, брат, это раньше для себя. Раньше, когда они мужчинами были, они нормально делали. Да, да, да. Это не сексизм. Не-не, потом женщины, не, вот так можно сказать, а когда они женщины стали, жизнь сложнее стала, женщина тяжелее да, быть. Там уже хозяйство на тебе. Какой фильм снимать? Откуда? К ней ноль претензий. Блин, не, вам точно надо, кстати, посмотреть этот первую серию «Черного зеркала». Да, это факт. Там прям про жизнь и про современный мир. Ну, короче, да, без спойлеров. Блин, круто. Это точно сегодня смотрится. Вот вся киноиндустрия, да, вообще любое творчество постепенно подводит к чему-то такому. Бля, что-то сейчас будет, что-то нехорошее. Ну, теории. Знаки же есть, люди и ты просто из них теории создаешь, и все, хорошие. Это как разгоны, по факту, какие-то, просто в виде фильма и крутые повороты. Мне кажется, простых прокидонов там не бывает все-таки. Слушай, ну, это творческие люди создают. Кто-то под наркотиками, возможно, кто-то нет. Там вообще разные люди, там авторская группа, это же все придумывается. А прикинь, вот так. Там же часто идея похожа. А прикинь, вот так. А прикинь, вот так и вот так. А прикинь, коты управляют людьми. Да. А ты слышал, что коты, у них есть вот этот какой-то там микроэлемент, который заставляет мышей тянуться к котам. Это реальная тема. Это был фильм, по-моему. Да, да. Египетские коты управляли что-то, по-моему, как это... Ну, не, условно, я типа начал разгонять, да, что. И ты такой, да, и коты тобой управляют. Иначе как объяснить, что ты вот так вот на лицо себе кладешь кота и такой? Так реально есть же эти хищники, которые, я уже забыл, какие конкретно, феромоны какие-то выделяют, которые привлекают добычу. Ну, это коты. Коты, да? Я забыл, как называется у них. Это если вы погуглите, вы узнаете, как они там крыс соблазняют, вот это, коты, юбки надевают, вот это все. Как они там делают. Эту ямочку заполняют, может. Да, да. Так, мы еще зачитываем или... Да, там один, давай еще. Давай, зачитаем. Азат, 250 рублей, добрый вечер, спасибо за подкаст. Помню, как Тимур выступал на опенмайках еще в Алиби. Круто вырос за это время. Тимур, что помогает тебе расти в юморе? Авторы, тусовка, много работы или все вместе? Спасибо за донат. Ну, спасибо, респект. Алиби, легендарное место было, я там начинал. Да. Ну, первое выступление в стендапе там произошло. О. Да, вообще круто. Тогда Кирилл Сиетов еще не сильно с ума сошел. Он это вел. Круто было. А волнительно, короче, но прикольно. Туда всегда было, это было событие, туда выступить, прийти, реально. А что мне помогает? Я просто люблю, типа. А, да скажи. Я просто в Алиби хотел. Я рад, что я успел там застать, выступить, но я не застал вот те времена, когда это прям... Да, ты я уже увядающий Алиби уступил. Да, там был невероятный Алиби. Там просто какие-то пьяницы сидели. Вот этот вот, знаешь, как вот в сериале «Луи», вот такие какие-то бары прикольные. Алиби круто. Сейчас уже просто стендап, понимаю. Сейчас да. Такие... Возможно, есть такие микрофоны, но я думаю, уже вряд ли прям по атмосфере. Да что помогать? Я просто стендап люблю. Ну, типа, я просто хочу стендап и уровень своей жизни повышать, и все. Хочу развиваться. Я хочу... Я делаю все, строю вокруг все, что потом мне позволяло это... Дальше, ну, возможность... Много смотрю, много пишу, много выступаю. Все. Люблю. Анализирую. Вдохновляюсь. Вот из последнего, если полезно, кто-то из комиков если смотрит. Я раньше у меня типа там только любимый мой, только Луи Си Кей, он самый лучший. Ну типа, знаешь, вот так я думаю. Mm-hmm. Еще есть крутые, понятно. Ну вот сейчас я у меня там как кто выпустит лучше Соник, тот на этот год у меня типа вот этот. Сейчас давай. Вот с него кайфую больше всего. И последний раз это Крис Рок, на мой взгляд, был последний Соник, и мне сильно понравилось. И вот что я извлек для себя оттуда. Мы едем, короче, на общий концерт передачи «Стендап на ТНТ». Они иногда делают общий концерт, и мы там в пятером или в шестером ездим по городам. И вот там был прикольный концерт в Ростове и Краснодаре. И мы едем в поезде. Я с Лехой Стаховичем еду в вагоне и смотрю этот концерт Криса Рока. Как он называется, я не помню уже, но сильный концерт. Идем в белом, последний. Uh-huh. Вот в конце про Уилла Смита он еще рассказывает. Uh-huh. Смотрел? Не смотрел, но слышал. Посмотрите, пацаны, очень круто. Очень крутой концерт. И я смотрю и такой... Я его досматриваю и говорю, Стахович, я чуть ли не бужу, говорю, Леха,
это пиздец, что за концерт. Это невероятный концерт. Ты не понимаешь, это не просто типа крутые шутки. Я одну вещь говорю, понял. Я на него смотрю и понимаю одну вещь. Не стыдно быть артистом. Он не только стендап-комик, он еще артист. Он как круто рассказывает. Почему мы забываем, что мы еще и артисты? Надо уметь круто рассказывать. Ну, не только уметь круто рассказывать, и понятно, смешно шутить, это типа все вместе, но да. Надо уметь подавать. Не то, что типа я имею в виду крутой голос и энергично сдаю, я не вот про это, а вот просто искренне хотеть рассказать. Я для себя сформулировал, вот это должно у тебя быть. Ты как будто бы рассказываешь вот так. Я вот многим говорил, это вот одна из моих теорий. Как будто, знаешь, вот пацаны что-то говорят. Ты мне говорил. Да, да. И ты придумал невероятные вещи, такой, сейчас, договорите, я вам все кое-что скажу. И вот на вот этом настроении людям, вот на вот этом, сейчас, все договорили? Слушайте. Вот это, знаешь, пацанам приковки, ты точно знаешь, что он крутой. И вот на вот этом состоянии, когда рассказываешь, и я, короче, такой, я говорю, Лех, на данный момент для меня Крис Рок топ, потому что я для себя извлек вот это. Надо, короче, не забывать... Помимо всего, подавать, уметь подавать. Не вот это, я бубню, и этого достаточно. Да вообще недостаточно. Люди на офисе ходят, бубнят. Что ты тоже бубнишь? Выступи нормально. Я опять же не говорю, если ты спокойный по своему, ну, темпераметру, что ты должен начинать кричать. Да. Но даже вот это можно чуть-чуть интереса добавить, понимаешь? Нет же такого, что Артур так Чапарян чуть-чуть. Вот так всегда разговаривает, да, когда нет, я вот это начну. Он там включается, часто. Где-то что-то делает. И я такой, надо уметь. И я такой Лехе говорю, Лех, Крис Рок, бомба, смотри, посмотри. Я говорю, я для себя это как хэштег придумал, Крис Рок, все. И вот мы в Ростове концерт, и я такой себе говорю, как напоминалку, я Крис Рок. Не типа, как он выступает, а типа, выступай, круто выступай. Не выступай просто, типа, я выступил, отработал. И я вот так это себе говорю, напоминаю. Я вообще люблю себе какие-то слова перед выступлением напомнить. И я это первый раз испытал, когда открытый микрофон финал был, когда в третьем сезоне был. Я стоял, я не знал, как себя включить, я не хотел просто средний выступить, я хотел круто энергетически выступить. Я на камеру, извините, кто не любит маты, я вот так стоял, и на камеру, там вот эта камера есть, которая тебя снимает, прежде чем ты выйдешь. Да. Я на камеру говорил, я хотел себе настроение понять, я говорю, я сейчас всех разъебу, я всем пизда, я сейчас всех разъебу. Я вот так очень долго матерился на эту камеру и вышел... И меня это так повеселило, что я просто стою это говорю. Я на этой атмосфере вышел, и вот так все, и все зашло вообще. Слова заходили, все подряд заходило. Я такой, нифига себе, круто выступил. Вот. Прикольно. Я вот так же себе думаю. Прикольно себе что-то сказать, себе включать. Это вот у меня, по крайней мере, работает. Я в Ростове выхожу и такой, я Крис Рок. Я типа напоминаю, типа, круто сдавай, я себе так включаю. Так сильно зашло все просто. Бах! Бах! Бах, я такой, о боже, я тогда начал катать монолог, вот этот про бабушку, там уже минут 6-7 было, он вообще, там, я такой, нифига себе, как это работает, я просто на этой энергии, понял, был, и я такой, да, все, это надо вот извлечь пользу, артистам надо тоже быть, в этом смысле Женя Чеботков невероятный пример, он как бы, вы можете рассуждать, любите его комедию, не любите, но вот именно как профессионал, как вот сейчас стендап на ТНТ съемки идут, он ведущий, и... Как он включает людей, как он чувствует, как говорить с людьми, как он их включает. Он когда меня объявлял, я выступал вчера, в 12 ночи ровно выходил. Ты представляешь, мотор, да. 9 комиков, вот такие люди сидят. Да. Он меня круто, я аж растрогался чуть-чуть, объявил. Ну, приятно было. Я что-то даже как-то тупо пошутил. Я что, такой крутой, что ли? Ну, типа, я как-то даже тупо пошутил. Зрители на меня такие посмотрели. Я говорю, да, я все испортил. Извините, я умею. Они посмеялись это. Типа... И он их включил, и выступление, понятно, написанное, хорошее, типа было, бах, зашло, все круто, но я такой, блин, это вот он артист. И я себе шел, напоминал, я тоже сейчас артист буду, типа, это надо не забывать. Не то, что надо естественность потерять, я вот не об этом. У всех еще, возможно, свое работает, но круто сдавать, вовлекать людей, это полезно. Бывает же, мне кажется, самый большой профессионализм, вот бывают концерты, когда там, допустим, у тебя там зал на 130 человек, а ты собрал там 30, и тебе чуть неприятно внутри, у меня такое было. И как-то так выступаешь сначала, а потом я такой думаю, ну нельзя, а эти люди пришли, надо сдать круто. И не всегда получается. Иногда ты такой просто напердел микрофон час и ушел. Думаешь, блин, вообще, извините, хочется извиниться перед всеми, блин.
И еще потом тебе кто-то отмечает, сторис, круто, смешно было. Я такой, блин, даже если это отметили, то если бы я нормально сдал. Но я пару раз вот так прям отрабатывал. Я такой, ну, сколько не пришло, неважно. Круто отработал. И вот бывает там много людей, ты выступил, у тебя там пару человек отметил, а тут да. Вот чуть ли не все тебя отметили, потому что ты отработал реально. Я такой, вот так надо работать. У меня вопрос, как у коллеги твоего по цеху. У меня иногда бывает такое, что я сам себе какие-то теоретические ответы на эти вопросы даю, но твое мнение интересно услышать. Бывает такое, что я включаюсь, угу. И работает. Иногда бывает, что я включаюсь, и мне кажется, что я смущаю своим включением зал. И они такие, а что началось? Я потом подумал, что, возможно, ты если включаешься, то включаешься сразу, чтобы зритель с момента, как ты вышел, он такой, он вот такой. А иногда у меня бывает такое, что я выхожу, 5 минут вот так вот на инерции еду, и через 5 минут чуть-чуть себя пришел, а такой, алло, Давид, проснись. Давай вот так вот сделаем. И, возможно, зрители такие, ты же 5 минут назад, ты 5 последних минут просто говорил, как тип с подъезда соседнего, а потом резко стал актер. Ну, это уже мои догадки какие-то. Я думаю, что зритель так глубоко не думает вообще. Я, на мой взгляд, это тебе неудобно, потому что, когда зритель чуть-чуть такой тяжеленький, и ты, включаясь, не до конца хорошо заходишь, как хотел, вот как ты включился. Ты включился так, а зашел не так, как включился. И тебе из-за этого неудобно становится, тебе кажется. Но по факту это неправда. Если это снять на видео... Знаешь, вот у меня в стендапе на ТНТ были выступления. Я выступил, все шутки зашли, все написано было. Но сдал так просто, типа. И я думаю, блин, круто зашло. А потом смотрю... Какой-то невключенный, какой-то я так и злюсь на себя. У меня много таких выступлений было, когда я такой, что-то как-то на нормальном просто сдал, не круто сдал. Да. Но зрители круто смеялись. Поэтому, если ты посмотришь на себя на видео, ты поймешь такое, не, так нельзя сдавать было вообще. Это все классно ты делал. Ну да, не зашло. Да. Люди должны смотреть, мы же контент не только вживую даем, и вот когда мы его выпускаем, люди должны смотреть и испытывать ощущения, блин, там зал дебилы. Давид круто шутит, а что они там зал сидят, втыкают? Тупой зал вообще мертвый. Вот такое у них должно ощущение быть. А если ты хорошо сдаешь, это ощущение 100% у них будет. Поэтому это чисто наши внутренние загоны. Этот на меня так посмотрел. Да. У меня бывают еще сейчас загоны внутренние. Блин, девчонки с моей республики сейчас сидят. Я же уже чуть узнаваемый стал. Я сейчас матюкнусь. Как стыдно. Надо. Мне жениться надо. Ну, простите меня, у меня внутренняя мысль. Простите, я еще не написал так много смешных шуток без мата. Скоро все уйдет, простите меня, у меня вот это внутри. Я этих эмоций куча испытываю. Потом думаю, ну ладно, дам уже концерт. Все, они плюс-минус догадывались, куда идут. Да. Я тоже как бы не позиционировался все это время, что я прям чистый материал пишу. Я еще запомнил Гавр, в какой-то момент Дима Гаврилов, в какой-то момент рассказывал, что типа, что из-за некой боязни, именно того, что я сейчас начну вот тут вот так отыгрывать, а вы будете плохо реагировать, вот это типа ему было бы неприятно, и чтобы такого не было, он изначально сдает материал так, как будто это ему здесь ничего не надо. Типа, если посмеются, то я крутой парень, который, не напрягаясь, зал разваливает. А если не посмеются, то я изначально ничего не хотел. Тут ни вам, ни мне ничего не надо. Просто не... Но тот же Гавр, он потом начал энергичнее выступать. Да. И сильно лучше он начал, вот решил, как комик стал. Да. Согласись же? Да, да. Он прям, у него харизма начала вырисовываться. Я вот давно в разгонах снимался, но последний раз было с ним, было вообще прикольно разгонять с ним, сидеть. Он такой стал, ну, яркий, короче. Да, я надеюсь, он там в Грузии с ума не сойдет. Брат, если ты в Грузии, там, если ты вдруг посмотришь, брат, мы, если что, до сих пор помню, что ты классный комик, братан. Да. Ну, он как бы вот в моменте начал включаться и так далее. Да. Но защитные реакции это наши. Да, да. Если я сейчас побубню, ну, что меня никто не заметит, я уйду, еще вот это бывает. Или еще вот это бывает. Ты заходишь, выходишь на сцену, и до тебя, может, кто-то выступал, и ты такой, ну, в зале такая атмосфера, типа, спокойная. Да, да, да. Не буду шуметь. С хера! Да. С хера ты поставишься под зал?
Ты должен подстраивать зал под себя. Ну, согласись. И у меня это просто тоже было. Я это и тебе, и себе, и всем говорю. Почему? Да не бойся. Ну что? Да сегодня выглядишь глупо. Послезавтра ты уже это так оседлаешь, что они будут глупо выглядеть, если не будут смеяться. Я уверен, это так работает. Но это писец как сложно. Да. Да, включиться, когда все выключены. Блин, да, это ну, вдвойне, наверное, неприятно. То есть, когда ты вот так стараешься, и все равно не получается. Но еще надо что-то сказать. Я вот такой, и на съемках бывает, вот сколько я, у меня этих съемок куча же было. И ты вот так сдаешь материал, бах, бах, и оно так что-то средненько, средненько, средненько. Там не бах, там пиу, пиу, такие скорее выстрелы. А материал как бы заходил, ты уже много раз не уступал. И некоторые делают вид, ну сейчас следующая шутка рассмешу. А нет, как что-то сломалось у зрителей. Да. И я вот так остановлюсь, говорю, бля, соберитесь, вы что, нарастите, что ли, я раз 300 уже это рассказывал, да? И они такие, да, точно. Это смешно же, я типа, и реально вот так говоришь, казалось бы, да? Это какая-то единая реакция у людей, какая-то толпа, приходит какое-то настроение, и ты такой, бах, и они такие отряхнулись, и все, дальше заходит. И такой, нифига себе. Ну, иногда, короче, надо обратить внимание, ты же комик, надо обратить внимание на то, что происходит в зале. Если все сидят и кушают пиццу, а ты думаешь, я включился, никто не смеется. Скажи, ну, я понимаю, вы пиццу едите. 4 сыра я когда побеждал? Я бы тоже не слушал. Что-то скажи про это, чтобы они такие, на, он нас понимает, бля, сидели. Все-таки, когда не обращаешь внимания на людей. У меня как бы, ты сейчас на них ездишь и ездил на этих платных выступлениях частых, там Саша там организовывает, Киселев. Там это чисто наработался навык, когда все едят, не хотят слушать, и ты кунг-фу занимаешься. Эй, а ты что? А ты пах-пах, все включил и выступаешь. Но есть, я видел типы, которые просто начинали выступать и потом злились. Это такое, ну нет, тут другие условия. Просто. Поэтому... Да-да-да. Пьем чай. Че, Алан, у нас, видимо, из-за того, что лето настало и комнатная температура поднялась, наша камера уже перегревается и периодически вырубается, да? Mm-hmm. Ну ничего, главное, звук идет. Вырубается камера, реально? Картинка пропадает, типа, на 10 там секунд. Там был еще момент с тем, где мы обсуждали черное зеркало, у нас выключилась камера. Стильно. Спирология пошла. Да. Стильно. А вам надо этот, какой-то вентилятор, наверное, на камеру, да, придумать? Она старенькая просто, надо, наверное, хотя, может быть, и я просто не знаю, как ее. Того, что мы в матрице живем. Мы в матрице. Кто-то вырубает нам связь. Но нас не остановить. Мы скажем всю правду. Правду не дают, так сказать, да. Но микрофоны пока работают, так что... Товарищ майор, мы тут все нормально у нас. Блин, 950, там почти 1000. Ну, вообще, делаем. Я хочу сказать, что онлайн... Извините за мат, ебейший. Братья, вообще, это... а мы когда не делали? Мы со смыслами, пацаны. Респект, респект. Это, кстати, я вот так на съемках выделывался, когда круто заходил. Ну, уже ж, типа, ветеран, типа, понял, ну, там уже выступают пацаны уже, которые недавно. Ага. Я что-то, у меня иногда такое настроение, я такой, бля, что за тип, да, на сцене? Вот такое начинаю что-то говорить, и вообще не смеются они. Они такие, чё? Я такой, я вам что сейчас вещал в 12 ночи, вы меня осознаете вообще? И потом, я просто всегда говорю, бля, люблю я себе все обосрать, и они такие, а, он не сошел с ума, он понимает, что он дерьмо сказал. Блин, я до сих пор помню, когда съемка была, и когда я снимался, ты был на сцене, и я в этом, не знаю, green room, как ее назвать, гримерка. Ну, где камеры стоят, где комики сидят. Да-да. И Расул смотрел твое выступление, и, ну, мне так нравилось, потому что там такой микс был из того, что он и сопереживал реально, и прикол ловил с того, что он смотрел твое выступление как тренер боксера, то есть он такой, давай, Тима, да, есть же, да. Такой. У меня, по-моему, даже где-то это видео было. Да, возможно. Да. Там кто-то еще сидел, по-моему. Его кто-то вот так снимать начал. Это еще когда Белый еще был, и он так его снимал, и угорал над Расулом. А Расул типа реально переживал, но мы же писец как близки, мы уже сколько типа друга знаем. Мы буквально начали вместе стендапом заниматься, в стендап-клубе мы на первом этаже встретились. Его так Белый снимает, и Расул так сидит. Да. Это сильно угорает. Да, я такой, блин. Расулик такой милый. Такой лысый, такой милый. Расул легенда. А что, а у тебя бывает вообще еще волнение какое-то? Вот завтра у тебя мотор. Короче, вот зависит от того... У меня на самом деле волнение бывает лишь
Когда... Я же просто вот этот, который завтра монолог буду рассказывать, я его за 2 недели написал. И он заходит, как бы. Я его успел прокатать, понять. И, но тут волнение лишь в том, чтобы не забыть, что зачем. То есть лишь вот не забыть, какие шутки есть, чтобы все сказать, и все. А как зайдет, об этом вообще, короче, я вообще не думаю. Как зайдет, что зайдет. Ну, какая-то не зайдет, какая-то зайдет. Ну, все не заходит. Не бывает, что прям все до единого заходит круто, и тебе все нравится. Суфлером не пользуешься? Я не умею им пользоваться, это отдельный навык. Суфлером надо пользоваться, отдельно репетировать суфлером, потому что это твое внимание переключается вниз. Да. А там... Как со шпаргалкой, типа, ты не вспоминаешь, а только и думаешь, как бы со шпаргалки посмотреть. Да-да-да. То есть, если бы это было вот так, листик лежал, да. А суфлер, он же не может поместить все слова в кучу. Там, соответственно, допустим, сет-лист, тема, да, ты там, шутка у тебя там, тренажерка, задница, там, гантели называется, допустим. И вот они 3 помещаются, а там еще 6. И ты привык, когда перед тобой листик, они всегда на одном уровне находятся. Да. А когда суфлер, они вот так уходят, и тут... И они на том, ну, на, понимаешь, двигаются, mm-hmm, да, и твой мозг такой, и ты такой, да, теперь вот эта шутка. И очень, это к этому надо, короче, привыкнуть. Это непросто, если честно. Поэтому я суфлером лучше не... Я лучше какую-то шутку забуду, чем суфлер буду смотреть. Mm-hmm. Лучше круто же сдать, а чем вот это все время вниз. Да, вниз. Вся часть, я же в Ингушетии выступал. О, расскажи, кстати, ты... Это легендарно было. А не буду рассказывать причину моего там, потому что я придумал одну крутую штучку, снял там, и у меня сейчас такой этап в моей карьере, я все свои идеи, которые у меня лежали, которые мне казались сложными для съемок, решил организовывать и тратить свои средства. Пока есть, короче, возможность. Я подумал, что какой лучше я не куплю. Я, то есть, толстовку лучше не куплю, Баленсиаги, лучше сниму проект. Вот так я, короче, начал к этому относиться. Типа... Все, этот кайф мы испытали, что теперь? Ну, бабки тоже когда-то упадут нормально, теперь прикольно. И вот я снял там одну штучку классную. Как все узнают, как только я это сделал. Ну и было выступление, соответственно. Узнать можно, кстати, в телеге, ссылка в описании. Красиво, там вообще все подробности будут. Как только я это все сделаю. И было выступление в Ингушетии. А вы же понимаете, что, ну, в Ингушетии, как бы, наверное, из всех регионов в Ингушетии самая такая, ну, традиционность, наверное, больше всего. Я не хочу никого обидеть. Да. И, потому что у меня тоже есть мы. Да, на уровне. На уровне. Да. Давай, чтобы никто не обиделся. Да. На уровне. Все на уровне. Там на писец каком уровне. Все равны, а не особенно ровные. Слушай, честно, я тебе скажу, именно вот... Просто меня что удивило? Вот, допустим, я приехал в Ингушетию, и у нас как в обществе принято? Идет девушка, ты... Девушка вперед, уступаешь ей место. Это, типа, нормально. У них, оказывается, вот как девушки себя ощущают... И они в этом даже соревнуются. И это не выглядит как что-то рабское. Это, наоборот, круто так выглядит. И, допустим, светофор, дорога, и зеленый загорается, и вот так девушки идут. И я такой, типа, ну, пропускаю. И она вот так останавливается, так глаза вниз опускает. Типа, мужик вперед. И я осознаю это. И я такой, я мужик! Вот это, знаешь, ты... Просто ты так часто слышишь про это. Феминизм, равны, бах! Это каждый день, бах! И тут тебе женщина проявила вот это горское уважение как мужику. И это... Я аж зацвел такой, нифига себе, как круто! А ты это, типа, понял сам? Или понял. Это, ну, понятно стало. Ну, там... На самом деле, да, у них так... Побольше. У всех, никого не обижаю, просто я впечатлился, потому что ты, когда живешь в своем регионе, тебе все принято, ты все понимаешь, а когда в новом оказываешься, я же не знал. Это мононациональная республика. Да, когда... Там как бы полегче это сохранить. Ну и плюс там стендап, что там, 1,5 раза, может, что-то проходило, в целом там, ну, надо уметь выступать там. Спрос есть на творческие мероприятия? Я не знаю, насколько там спрос, конечно, там есть ребята, которые такие... Под афишей вот такие смайлики делать, знаете, вот этот? Да. Смайлик, а знаешь, Алана, когда ты что-то пишешь, вот этот смайлик раздражающий. Просто из-за типа, того, что какая жанр фигня. Стендапа из 2 английских слов состоит, это уже... Причина. Ну, у них еще, помнишь, конфликт был с Comedy Club? Да, помню. Ну, то есть, я думаю, у них есть такое. Но я же хитрый, я же знаю, как там выступать, я же все придумал. Расскажу... Давай одну шутку расскажу вначале, какую я сделал, как я настроил гитару под выступление, чтобы они такие, мы слушаем с кайфом.
Не то, что, кстати, они прям все такие там зашоренные. Нет, там современные много. Там есть религиозные, супер и современные. Там как бы нет такого, что прям вообще какие-то так типа сакалы, люди, с которыми... Да. Там очень гостеприимство зашкаливает. Вот знаешь, есть утрированное гостеприимство, когда шутят про него. Вот там оно такое, короче. Да. По крайней мере, по отношению ко мне. Я думаю, по отношению к любому человеку будет. Поэтому... Мне, короче, я там выступал, я выхожу и вот так говорю. Ну, я тоже хитрый, конечно. Я выхожу, говорю, там, добрый вечер. Что-то рассказываю. Типа, вот, стендап организовали. Ну, там, настраиваю, типа, что тут это все будет сейчас. Ага. И говорю, если что, имейте в виду, как бы, мы на вашей стороне. Мы не Comedy Club. И они такие, типа, они уже так улыбаться, знаешь, начинают. А это как бы, ну, первые 3 секунды концерта, и они уже такие, типа, мы поняли, ты... Ах ты, подлец такой, вот так они. Я говорю, да, говорю, мы не Comedy Club, если вам что-то вдруг не понравится, нас искать не надо. Я говорю, мы прямо здесь будем извиняться. Знаете, есть на свадьбах фотозоны, у нас вон там зона для извинений, подходите, со всеми постою, извинюсь, с кем надо, короче. И они такие, бах, я такой, ну все. И там еще пару шуток настроил я их, и мы, короче, погнали, вот так. Ну, сильно круто было. Но и реально, кунг-фу проявил комедийно, и мне так понравилось. Я такой, так вообще везде можно выступить, на любом мероприятии, дай мне какое-то время... понять, что это. Да, понять, что это, и вообще в любой город. Просто нужно время, знаешь. И там мне так понравилось выступать в месте, где есть контекст. Не как в Москве, вот там на стендап-импорт выступаешь, да. Просто в людей каких-то бросаешь. Да. Ноль контекста вообще. Просто контекст — это что все мы на стендапе, и люди пьют, да. Едят. И женщины, и мужчины в зале. Да. Ну вот, это весь, ну, контекст, да, весь контекст, типа, по факту. А там тонкости, и ты ими играешь, ты такой пах-пах, что-то Comedy Club, они такие, да-да-да-да-да, и ты такой, а еще вот это у вас. Они, блин, ну это реально чернозем для комика, когда у тебя много контекста есть, который ты можешь в какие-то моменты, да, пользоваться. Да, круто, я чуть-чуть понял, где-то чуть-чуть дерзил и успокаивал их, вот так, понял? Чуть-чуть, но не рисковал, что понятно, но так чуть-чуть, и такой, да-да-да-да-да-да, и вообще круто. Какой-то там сидит. Тип какой-то вот так устал делать, наверное, сидел. Ты определись, я тебя что, вырубается или не вырубается. Да, да. Сильно понравилось, если честно. Вот именно, что чуть-чуть нерв, а потом его, оказывается, вообще нет, потому что просто надо правильно разговаривать, и круто. А потом в Москве выступаешь, и вот это с матами, там, бля, и такое пустое ощущение, если честно, после такого выступления. Но это тоже надо, сколько надо времени, чтобы стать вообще идеальным. Это невозможно. Мы же комики, мы всегда будем косячить. Да. Короче, сильно круто. Рекомендую такой опыт испытывать, где-то выступать, где тебе кажется, что там сложно. И просто ехать и готовиться. Потрясающе. Респект, респект. Я хотел еще, Марат, тебя спросить, ты не хочешь про канал свой рассказать? Да, потому что я на самом деле заглянул сегодня, я смотрел несколько выпусков Минаев Лайв. Да. Вы в курсе? Да, да. Там, да, рассказывают, да, тоже про исторические истории, да, всякие. Причем я помню, что у него какая-то еще своя история, своя какая-то репутация есть у Минаева, да. Но я вообще мимо всего этого, я вообще не знаю, чем он помимо этого занимается. Но некоторые его, именно эти выпуски, мне понравились просто тем, что как небольшой урок истории. Ты включил, что-то послушал, посмотрел. Ну, да, у него формат, причем длинный, YouTube любит. Да, а я сегодня, когда заглянул, я такой, о, похоже. Ну, наверное. Ну, внешне похоже. Ты, да, скажи, как тебе это чувствуется. Ну, на самом деле, сегодня, мне кажется, есть запрос у людей. Знаете, когда все вокруг, ну, откровенно говоря, рушится, плюс-минус, да, uh-huh. у кого-то там, ну, давайте сейчас не будем эти темы поднимать, у людей есть какая-то, знаешь, вот, потребность какого-то сна. Ну, то есть... Ну, уснуть как-то... под видео, что ты имеешь в виду? Не то, что... Извини. Какие такое? Я делаю контент, чтобы вы под него засыпали. Кстати, я вот слушал одного исторического блогера англоязычного, и я по него засыпал, поэтому у него просмотры, там глубина просмотра, я тебе дам, говорю. Да, глубина у него вообще нормально. От него еще переходит на готовку еды обычно. Не, просто как-то этот... Короче,
Не знаю, у Минаева мне формат не очень нравится. Почему? Потому что, мне кажется, с его ресурсом мог можно было делать профессиональнее, прям намного да, круче. Это я тоже заметил. У него формат говорящей головы, и он даже анимацию не использует толком, как это можно супер бюджетный вариант, да? Да. То есть, даже я там пытаюсь в After Effects там что-то сделать. Ну, понятно, у меня ресурс ограничен. И вот мне кажется, с его ресурсом есть такой англоязычный блогер Джонни Харрис. Угу. Короче, вот он прям вот с этими картами, игрушками, ну, он прям круто играется. То есть, вот, у человека там супер ресурс. Ну, он, наверное, нанял аниматора, который все круто рисует. Нет, какое-то время он сам ручками это все делал, у него прям даже туториал есть там интересные. А у Минаева как-то, ну, и вот это Эйдельман еще есть. Угу. У них длинные, короче, эти форматы. Потом, а есть чувак, который тоже делает все просто, у него там 20-30-минутные видео. Ну, у чувака, короче, 700 тысяч подписчиков. И у него каждое видео в среднем. То есть у него, во-первых, частота выпусков большая. И каждое видео в среднем ну, там 300-400 тысяч просмотров набирает. Нормально. Так у него все проще, чем у меня даже. Он просто наговаривает текст в телепромтер. И у него перебивки идут там, допустим, ну, условно говоря, про Цезаря сегодня ролик. И там, короче, у него из фильма вставлены ставки. Просто вот эти перебивки. И он разговаривает, просто наговаривает текст. Ну, правда, он это делает плюс-минус талантливо, интересно. Mm-hmm. Ну, как? Ну, он 8 лет этим занимается, короче, чувак. Вот он да. Аудиторию крутую, и у него прям это работает. Так что, ну, вообще ниша такая, знаешь, не сильно загруженная, но и она, по-моему, и не сильно монетизируется. Хотя... Ну, вот я бы не сказал, что я когда-то был любителем большим историй. Меня всегда за это ругали, потому что у меня отец сильно кайфует по истории, он там ее постоянно изучает. А, ну, я не знаю, как это... Типа, это не мой выбор же, наверное. Или это мой выбор? Я, кстати, тоже как ты. Ну, не сильно. Я помню, мне было интересно до 5 класса, пока там рассказывали про какие-то... Древнюю войны. Грецию, всякую, да? Да, Греции. Вещи, да. А потом, когда начались какие-то дворцовые перевороты, административные какие-то замесы, я такой, ну, это мне уже неинтересно. И я вот с этого момента из истории отвалился. Но при таком моем не очень сильно заинтересованном, если есть ощущение, что если круто оформить, то все эти истории вообще залетают. Да, да, да. Сегодня есть потребность. Это очень такой рынок, мне кажется, очень недооцененный. Люди просто, видать, те люди, которые могут сделать крутой контент, они еще туда не... Не, я Марату придумал пару идей, мы их реализуем точно. Я его потенциал еще раскрою. У него просто в силу занятости... У меня вообще самое большое мое желание – это набрать критическую массу, популярность это, и чтобы всех просто подтягивать, понял? Mm-hmm. Чтобы все кенты реализовались. Да, такой, во, смотрите, да, да. И что-то ему придумали, сделали, это прикольно. Потому что, а какой прикол самому, типа, двигаться? Да. Неинтересно. Ну и что ты, типа, вот ты там собираешь крокусы, и что? Mm-hmm. Ну, тебе круто, конечно, ты занимаешься, но это весь интерес. Ты же когда-то рано или поздно такой, это и вниз может пойти, еще что-то. Да. А реализовывать идеи, это самое прикольное. Круто, что есть возможности сейчас какие-то это делать. Поэтому я тебе говорю, это когда там, ну, мы что-то из этого придумаем сильно, это будет... Ну, а на данный момент уклон какой-то есть или это просто, ну, как бы ты описал контент канала? Слушай, ну, не, уклона как такого история. То, что мне нравится. Я не стараюсь делать там то, что нравится людям пока что. Ага. Хотя, наверное, стоило бы. Баланс, везде баланс. Да, нужен. Я кайфую от Монгол. Вот я с детства, вот ты говоришь, да, мне там, я отвалился, когда там начались дворцовые перевороты. А я как-то нашел какую-то старую книжку, был такой, ну, это правда, там истории мало, там больше художественный роман. То есть был такой чувак Василий Ян, он писал про монголов, короче, у него там серия книжек. И, короче, это меня захватило, и я прям, ну, я не знаю, наверное, нет такого источника, который я еще не изучил вот именно по монголам. Вот, наверное, нет. Ну, у нас аж камера вырубилась, это монголы вырубили. В русскоязычном пространстве, ну, то есть там... А монгол имеется в виду... В широком смысле. А, вообще все, да? Все потому монголы, что я плюс как... теории, что монголы это не монголы, что монголы там это тюрки, что это казахи, и почему они так считают, и все вообще вокруг этого. Почему монголы захватывали Китай, но не тот Китай, который сейчас Китай, а тот Китай, который тогда Китай, короче, там было уже несколько Китаев, опять же. А. Они захватили там...
Тангутский Китай, а другой Китай ставили. Короче, ну, есть теория, что Чингисхан же, он же пробыл в плену в Китае. Есть теория того, что его подготовили китайцы. То есть ко всем этим завоеваниям он на 10 лет пропал. Легень. У него было право крови. Китайцы дали ему некачественный меч. У него было право крови. То есть, ну как, они посмотрели, есть крутой потенциал вот в этих степняках, которые, ну, сейчас они никто. Почему? Потому что, ну, они в мировой истории, они никакого участия не принимают. Сейчас они никто, они вот там земледельцы, вернее, не земледельцы, скотоводы. Там ходят. А потенциал они в чем именно увидели? Что они типа как. Потому что они неприхотливые. А-а-а. Они воинственные, они всю дорогу друг с другом воюют. И можно этот потенциал использовать. Угу. Что, китайцы уже тогда прохаванные были? Братан, ну, китайцы всегда были прохаваны. Китайцы на самом деле, они тогда. Они вот эту Москву фоткают, они ее хотят просто построить такую же. 3D-модель собирают. Приезжаешь, ну, просто в Китай уже Москва. Шутки шутками, но прям экзистенциальный враг Китая сегодня номер один, это даже не США, это, мне кажется, как Россия. Мне до сих пор, извините, быстро вкину, мне до сих пор как удивительно, я в Осетии учился на факультете международных отношений, да. И у нас был какой-то из курсов, когда к нам приехали два профессора экономики из Юты, из какого-то университета, ну, в Юте. Пожалуйста. Было кайфово, мы с ними общались, я их добавил в Фейсбуке, они мне иногда даже до сих пор комментируют в Фейсбуке, в Инстаграме, какие-то они там, ну, лекции... Запрещенных соцсетях? Да, но лекции у них были странные довольно, то есть они как бы профессоры экономики, а лекции были как про что-то свободу. Про мотивацию как будто больше, типа, знаешь, think outside of the box, типа, да, вот такие всякие вещи рассказывал. Но что мне было странно, что когда они дочитали нам курс, они нас всех, я помню, что я постфактум об этом задумался, каждого студента вот так к стене ставили и фотографировали. Каждого. И я потом думаю, а что это вообще было? Зачем они отфоткали весь факультет международных отношений? Я так и не понял. А, может, какое-то на будущее что-то. Вот я это вербовка была. Дай бог, нет, дай бог. На самом деле, нет. Они, наверное, прощупывали. Просто. Я не думаю, что конкретно вот эти чуваки что-то там успели прощупать, хотя кто знает, может, они тебе предложение не сделали, а кому-то сделали. Может говоря. Быть, может быть. В ком-то увидели потенциал. Ну, реально, вот просто на фоне решили... белой стены, вот как на паспорт, каждого студента сфоткали. Зачем? Да, вот тебе простой пример. Сейчас, по-моему, министром международных отношений, ну, как это министром иностранных дел, да, Турции стал такой чувак, Хакан Фидан его зовут. Угу. Чувака, ну, наверное... Он был, причем он был директором там, ну, типа их там ФСБ какого-то. Ну, типа... А как у них ФСБ называется? Я не знаю. Да. Кефтеме? Может, это и есть? А мы думаем, это мем. А они уже у нас. Я к чему говорю, я буквально вчера там читал про него. Он потенциальный, короче, будущий там типа президент этого Турецкой Республики. Вот он учился тоже где-то там в Америке, там, и они прям там назвали целый пул политиков, вообще международных политиков, ну, наших тоже там кучу назвали, которые там, есть такой международный, самый большой онлайн-университет в мире. Я забыл, ну, как он называется конкретно в Америке. И вот они типа онлайн-обучение проходили, ну, конечно, очные какие-то были там встречи, они ездили, там что-то сдавали, получали дипломы там и так далее, но... То есть, это я к чему говорю, ну, наверное, его... Куда-то вели, там, к этому привели. Чтобы хоть какая-то связь была уже с ним, да, как минимум. Это как вот у нас говорят, наш глава тогда делал, это можно рассказывать? Знакомился, да? Так нельзя? Это нельзя. Онлайн вырезаем. Все, пример неудачный. Есть один пример. Глава района. Района, да. Есть такой на Ютубе мужик, Тимур Гази, короче, его зовут. Ага. Ну, такой неглупый мужик, часто его слушаю. И у него есть, знаешь, один такой крутой пример. Вот, говорит, в советское время даже там чувак, который продает пиво там в пивном ларьке, за это место платили деньги. Ну, хорошее было место, соответственно, за него платили деньги и там становились в этот ларек и зарабатывали. Ну, неужели вы думаете, что там, где-то там, есть случайные люди. Или случайные назначения. Или случайные выборы. Ну. Я верю, что иногда бывает случайный тип какой-то.
Ну, как будто чисто математически должен быть. Да, да, так, да. Ноль случайности какая-то. Опять же. Небольшая. Ну, возможно. Есть какая-то вероятность. Вот это вот 0000000, да. Где-то там в периоде один. Возможно, есть такая. Ну, а сработает ли это? Не знаю. Короче, об этом его канал. Мы же вопросы начали. Ну, смешно, что это об этом канал, да? Позвали рандомного чувака, теперь слушайте. В смысле рандомный. Рандомный. Кого-то я шел по улице, я такой, о, Саймон. Авторитет мысли. Да, да. Авторитет мысли, хочешь зайти? Да. Это мысль была интересная, честно говоря. Да. А я хотел вот вкинуть тебе, как человеку, который... очевидно, как минимум лучше меня сильно в истории разбирается. Меня еще с возрастом начало смущать, что сначала я услышал выражение «историю пишут победители», да. А потом ты еще узнаешь про то, как разные государства могут вообще по-своему трактовать историю. Я в какой-то момент уже сидел и такой, блин, а как тогда вообще историю воспринимать, если да. тебе разные источники вообще будут по-разному одни и те же вещи? Я недавно для себя сформулировал, короче. Вот я думал об этом. Так. И... я понял так. История, вот для человека, для каждого конкретного человека, история — это не то, что есть или случилось, а то, что мы хотели бы, чтобы... Ну, то есть, это же часть... Для человека? Да, ну, то есть, твоя история, да, допустим, народа, там, условно говоря. То, что ты хотел бы узнать о себе, вот ты выбираешь вот это вот. Ну, условно, так это работает сейчас. Угу. Ты выбрал, там, есть несколько версий, там, происхождения монголов. Вот я, допустим, монгол. Я хочу, чтобы монголы были вот такими. Угу. И ты выбрал это для себя. А сегодня, ну окей, после создания печатного станка мы еще хоть какие-то следы можем... Ну, когда нам говорят про Древнюю Грецию... Да, где ну, просто из уст в уста ну, передавалось. Брат, да, там, ну, это сломанный кажется, телефон. Да. Там уже, да, там навыдумывали. Это супер сломанный телефон. Это ну, невозможно просто подтвердить достоверно. Его приковали к горе, и орлы клевали его печень. Божественное откровение, да? Вот. А там просто тип бухал, у него печень болела изначально. Ударился. Да, да. Ястреб его. Просто я к чему говорю? История всегда политизирована. Да. На Кавказе что творите, да? Да. Сейчас все, короче, есть там один титульный крутой, самый крутой народ, за потомство которого, условно говоря, за название потомков которого борются там одни, вторые, третьи, четвертые, пятые. Так. Истина где-то посередине, но зато они все между собой уже перессорились. Да. Ну, а кому это было нужно? Ну, ну да. Или вот разделение этих территорий, там, республик. Вот у нас там, допустим, Карачаево, Черкесия, Кабардино-Балкария. Да. Вот, допустим, вот Эльбрус. С двух сторон живут карачаевцы-балкарцы, и вот еще тут вокруг земля, тут черкесы-кабардинцы. Почему только так надо было поделить? Так там же как будто и Чечня, Ингушетия, Ингушетия, Осетия. Там как будто микро вот такие повсюду. Ну да, какие-то, знаешь, такие точки, в любой момент ты туда закидываешь. Да, 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 как будто и... кто-то разложил и такой, пусть лежит. Ну, умные люди делали. Да. Надо отдать должное, умные люди делали. И вот этот исторический вопрос, он на самом деле очень важен. Особенно, мы все поняли, о каком народе мы говорим, это, самом, там, uh-huh. это легендарный народ. Этот народ в том виде, о котором мы о нем думаем, он не существовал. И мы в какой-то мере, там, плюс-минус, там, в каждом народе есть его потомки. Эльфы, да. Я решил разрядить немного. Но зато прикинь, это, все прикинь, между собой переругались. Как смешно, если бы мы... Смотри, у меня уши тоже острые. Я эльф это тоже эльф. На Кавказе. Это такой сюр, это так выглядит. Я не буду говорить, мы еще в КВН играли, была одна команда ребят, и они реально после этого, после игры, мы там что-то какие-то там, кто-то девочки, кто-то, блин, вот эта шутка так зашла, а типы реально сидели и обсуждали там, вот вышла новая книжка, это еще одно подтверждение того, что вот все-таки мы. Я тебе клянусь, и вот с другой стороны тип стоял, и у меня изнутри тоже, понял, такой, вообще-то это, ну... Я уже себе говорю, понял? Вот, ну, то есть я блин, как легко вообще кавказцев поругать? Да, я не решил... Поругать, поссорить, поругать, да, говорю. А ты тоже кивнул, как будто я нормально сказал. Я просто понял, что ты имеешь в виду, я даже подумал, что... Поругать. И у меня как... внутри тоже. Ай-яй-яй, кавказцы. Да вы не правы, это вообще не те аргументы. Я услышал краем уха, да. А потом, получается, я встрял в разговор вообще из ниоткуда. И вот тогда еще у меня была такая, знаешь, небольшая болезнь. Да. Вот, скажем, такого...
ну, неправильная болезнь, которой все на Кавказе сейчас болеют. Ну, не все, но многие болеют. Как она называется? Национализм. И вот сейчас я вот... Ей все везде болеют. Спустя какое-то время, да. Просто я... Так тут реально приложил усилия, чтобы избавиться от этой болезни. Я вообще... Это... Я в какой-то момент думал, что это спускается откуда-то, типа, знаешь... методичка какая-то, еще что-то, но в какой-то момент... Уже нужно еще спускать. В какой-то момент я еще понимаю, что это еще часть человеческого существа. Просто, да. Знаешь, один не любит другого, потому что он другой, и все. Это да, но еще... Самое интересное, что они вообще не разные. Да, при том, что они не разные, но он нашел для себя. То есть вот, например, взять Осетию, внутри Осетии есть еще разделение иронцы, дегорцы, кударцы, и не, ну, он не, конфликтом это не назвать, ну, да. Но если, типа, знаешь, закрыться в комнате, то они друг другу какие-то шпильки... Ну, просто есть что-то. Враги общие, которые нас объединяют, грубо говоря, да? А есть еще по фамилиям. Да. А у них недостойная фамилия. Мы не отдадим свою дочь за вот этих, за обоевых. Мы стеновы не такие. А хотя вот же вы рядышком. А вы же рядом двигаетесь, вы друг без друга никто. Ну, короче, это вообще сильно. Но еще знаешь, что-то в этом есть, что ты ребенок, ты же не рождаешься как ребенок, как, типа, я люблю нацию какую-то. Ты ребенок, тебе вообще плевать, кто по национальности. Не знаешь, кто ты вообще. Ну, типа, единственное, ты можешь удивиться, а, там негр, ну, условно, а, там азиат. И то, если это как... Если ты в такой среде живешь, где ты их не видел. Да, 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 да. И то там через какое-то время так, а, ну, все равно, знаешь. Но потом, бац, старшие какие-то говорят, а вот эти такие, а вот эти такие. И ты на подсознании растешь, а вот эти такие. А ты знаешь, что вот эти про нас говорят? Никогда, никогда. И не женись на этих никогда. И эти что-то. И ты растешь, тебе программа, и ты потом сам в подсознании живешь. Очень такой, крутой пример. Хотя в религии это грех очень сильный. Большой, да. Ну, в нашей религии это прям, ну, не самый плохой, но прям один из. Есть один крутой пример, кейс, можно сказать. Вот когда нас высылали там в 43-м году, наш народ, ну, понятно, много увидели, там, около 60% там вообще в поездах умерло. Блин, ну, съешь хоть что-нибудь по-братски, вот чипсу. Я же ел, вот это. Короче, в товарных вагонах высылали, ну, нечеловеческие условия, причем выслали, ну, нельзя так говорить, там, всех выслали, ну, не как всех, там, ингушей, чеченцев выслали, там, балкарцев с Кавказа. И их выслали хотя бы в теплое время суток. Ну, хотя это вообще, ну, никак не улучшает их условия. Да. Конечно, всех нас выслали. Это внутри плохого чуть-чуть проблески какие-то. Да. Это было зимой, короче, и очень тяжелые условия. И они там прожили 14, по-моему, лет, 15, потом вот это развенчание культа Сталина. Возвращайтесь домой, там все дела, многие там остались в Азии. Извини, Тим, если ты хрустящий, чуть-чуть отодвигай микрофон, а то там чат такой АСМР. Это... А, да, идет? Извините, пожалуйста. Хрустит. Ну, простите, пожалуйста, чат. Очень вкусный чип заказались. Еще в такую тему я не хотел отвлекать. Серьезная тема. Я как кино это слушал. Кейс крутой в чем? Вот наши деды. Так ты отодвинь просто, извини. Она же двигается. Все. Когда родители спрашивали, я вот у дедушки спрашивал, ну, а как это было там? Я ничего не рассказывал. Никогда. Я у отца спрашивал, отец говорит, ну, мы что-то слышали, но они ничего не любили нам рассказывать. И потом я только понял, однажды мне объяснили, чтобы в нас не взращивать ненависть к людям, которые это сделали. Прикинь, как... Не передавать негатив. Потому что ненависть, это понятно, это плохо чисто по-человечески, но... Ненависть, она очень ядовитая. И, ну, мы не выросли с ней, слава богу. А были те, кто взращивали именно вот с этой ненавистью. То есть, ну, это же плохо, оно же съедает тебя. Ну, не знаю, у меня пару раз были такие смелые эмоции. Я такой, я напишу монолог про Сталина, я им покажу. А сейчас очень много почитателей Сталина, ты можешь просто заиметь проблемы. Сейчас вообще... Сейчас вообще я не хочу писать монолог. Сейчас даже среди тех народов, которых он выслал, очень много его почитателей. Вот сегодня наших возрастов, ребята. Это странно.
Ну да, по меньшей мере. Стало. Это BDSM, я считаю. Ну это просто, это недостаток знаний просто. Просто человек услышал там, типа, знаешь, какие-то тезисы, три штучки, и ничего впротив не услышал, и такой, ну да, хорошая вещь. Ладно, я не буду слишком глубоко тоже погружаться в этот вопрос. Просто, ну, это история всегда политизирована, надо это понимать. Клубнику пробовал? Нормальная, да? Хорошая же вроде. Нормальная. Алана готовит. Я пишу про... Ну, Алане респект вообще. Мне Алане больше всего нравится виноград, как она готовит. Так, ты сделал ролик. Бомба, честно говоря. Мощный, да. Про монголов. Вот, пожалуйста. И словил хейт от казахов. Казахи утверждают, что эти монголы, которые монголы, якобы они не монголы, это были казахи, историю переписали. Ну, там долгая история. На самом деле, часть правды в этом есть, я согласен. На самом деле, в войске Чингисхана там большая часть были тюркские племена. Но при этом я все-таки придерживаюсь того, что это был монгол. Хотя мать у него была меркитка тоже. Ну, это кто? Это тюрки тоже. Угу. Их же сейчас нет, да, уже? Нет, есть. Почему? Мы тюрки, брат. Нет, вот мать кто-то сказал. А меркитов? Да. Ну, есть какие-то там одно племя, скажем. Ну, да, они есть, но они уже по-другому называются. Народ просто может называться по-другому, но он существует. Этногенеза такого прям страшного не было с ними. Переименовали народ. Ну, я это к чему говорю? Вот казахи сегодня, будучи мусульманами, допустим, да, а для мусульман Чингисхан это был, ну как сказать... Это был один из крупнейших врагов ислама. И сегодня мусульмане-казахи борются за то, чтобы быть потомками Чингисхана. Но если бы оно так и было, окей. Но, ну и тогда тоже нужно было бы как-то, знаешь, дистанцироваться, сказать, ну да, вот был такой. И немножко как-то за него поймать какой-то стыд. Но они, наоборот, борются за то, чтобы они были его потомками. Хотя это не в достаточной степени верно. Но это какой-то хейт сейчас в комментариях полетел. Это надо кого-то на бой вызывать, мне кажется, теперь. Но если вы здесь не за хейтом, а за тем, что вам стала интересна эта тема, то в описании есть ссылка на YouTube-канал. Это, я считаю, лучшая реклама канала была. Да. Так что, да, вот YouTube-канал Марата находится в описании. Вы можете пройти посмотреть. Очень умный парень, светлая голова. Спасибо. Вот же он. Очень приятно. Алан, зачитаем пару донатов? Да. Юля, 200 рублей. Спасибо за эфир. Очень интересно слушать. Тимуру отдельное спасибо за стендап про бабушку. Много жизненного там. Спасибо. Спасибо большое, Юлечка. Юля же? Да, Юля. Сюда попал. Спасибо за донаты. Я, кстати, вот реально хочу сказать, что вот мне уже было интересно на самом деле слушать. Я бы продолжил, но реально просто еще боишься в нынешние времена этот... Сложный. Это надо формулировать достаточно. Даже я вот сейчас слушал... Я был достаточно осторожный. Ну да, мы вообще... Но... Я об этом говорю. Да, но ты все равно... знаешь, когда хейт ложь, когда ты все равно какое-то оценочное суждение, какое-то мнение о чем-то говоришь, и когда ты типа говоришь, что ну все-таки это чуть-чуть не так, даже чуть-чуть, даже мягенько говоришь, этого достаточно, чтобы... Но хейт это нормально. Главное, чтобы хейт не перерос там... В травлю. Только приедет Казахстан! Ну, ты понимаешь? Нет, что, Казахстан вообще не любить нам нельзя просто, потому что Казахстан нас принял. Казахстан, Кыргызстан, это место. Мой отец родился в Кыргызстане. Там родственники матери родились в Казахстане. Мой брат в Казахстане родился, знаешь? Русик? Скриптонит. Не, я в Казахстане был, там сильно круто. Очень любим казахов. Это сейчас не для того, чтобы сказать, мы вас очень любим на самом деле. Не, на самом деле я прям... От чистого сердца люблю казахов. Я поэтому и говорю, меня поэтому и немножко и обижает, что они прям так вот пытаются присовокупиться к Чингисхану, который нас, мусульман, всю дорогу уничтожал. Просто беспощадно. Такие методы были. Просто, не хочется даже вспоминать, какими методами. И поэтому мне немножко больно за это. Все. А так казахи. А скажите, пожалуйста, в чате, потому что кто-то написал, почините ссылки. Да, я когда вбивал просто, я, например, ссылку на твой канал, когда вставил, там появилась ссылка, типа, знаешь, когда ты даешь ссылку, и у тебя появляется YouTube-канал Джанкиос, я тыкнул, и она чуть-чуть преобразовалась.
И также с твоим каналом было. А что надо сделать? То есть, по идее, наоборот, должно было стать лучше, но кто-то пишет, что... Короче, напишите в чат, ссылки работают или нет? Если не работают, то просто поправишь после. Да, я-то их поправлю в любом случае, просто можете ли вы сообщить, работают ссылки или нет. Просто там реально вот это было, что я зашел на... Ну, вот скопировал канал, вставил, и там, как знаешь, как в инсте, ты начинаешь печатать, у тебя появляется ник. Вот так же с YouTube каналом. Хорошо, после, как только трансляция закончится, поправим ссылки, все будет работать. А, Гога, кайф, 100 рублей, всем салам. Тимур, верните диалоги с Расселом. Давид, обе ссылки на канал и в описании выдают 404 ошибку. Спасибо. А как это работает вообще? Не знаю, YouTube, это YouTube баг, скорее всего. Общем, но как да, только спасибо, трансляция закончится, исправлю, добавлю, все будет работать. А, Барян, еще 1000 рублей. Спасибо за подкаст. Пока слушал и записывал всякое на будущее, вспомнил еще... Монал, где Тимур говорит, да, я румын, тоже знакомая для меня вещь, такой, сука, слом Монти Пайтон. Спасибо за... Нифига, это олдскул какой-то. Монти Пайтон, брат. Это какой олдскул? Это вообще, я даже эту шутку я не могу вспомнить. Реально? Настолько? У меня была румын что-то, да, я где-то так, это короче, делал. Там, где... А, нет. Я когда-то такой был. Я когда-то был Монти Пайтон. Такой у тебя слом просто был. Брат, ты когда-то через это проходил. Через Монти Пайтон. Не могу вспомнить, что там у меня был, какая-то шутка, что румыны, что-то было. Я помню, что ты про эльфов что-то там говорил. Я искал себя. Между румынами и эльфами. В поиске, да? Ну, я точно помню, у меня был разгон какой-то румын, и там вообще я разгонял, что румыны цыгане, и этот же стереотип есть. Что странно, что... Хотя Румыния... Не сочетается с Дракулой, я говорю. Не сочетается с Дракулой. Ну, я типа, я же... Брат, как только хочешь сделать шутку не смешной, можешь вот так подробно изучить ее, и тогда не напишется. Надо незнание туда вкладывать всегда чего-то. Я там что-то шутил, что если они цыгане, то странно, Дракула ни разу ничего цыганского не делал, что-то я как-то так разгонял. Берсерк, 100 рублей. Хорошего вечера, когда в Ростов с концертом. Спасибо за донат. В сентябре приеду. О. Да, о-о-о. Я хочу сделать первый... Я туры особо не делал, первый раз хочу сделать какой-то мини-тур. Ну, сначала такие небольшие площадки, у вас там клуб есть в Ростове, туда приехать. По клубам, по барам поездить и какой-то, может, где-то... Ну, типа, пока еще не верю в то, что большие площадки могу собирать. Ну, какие-то средние могу поездить, посмотреть. Если это там прям легко пройдет все, потом будем рассматривать дальше. Ну, а чтобы не пропустить, на телегу ссылка работает, если что, в описании. Можете подписаться и не пропустите. А у меня все, если что. All right, okay. Okay. Так, значит, ну теперь то, ради чего мы собрались. Лев Марсел, да? Это что? Легенда. Легенда, Лев Марсел. Как тебе вообще тусовка, стендап-тусовка? Слушай, я сейчас замечаю, что есть тусовки, которые я вообще не понимаю, как развиваются. То есть они, я просто не знаю. У нас есть как бы своя одна, определенная тусовка, но она очень открытая. Как бы туда может просто прийти любой и начать с нами там висеть. Mm-hmm. Нет такого. Ну, то есть вот мы на флаконе в офисе с пацанами сидим. Гурам, Расул, Паша, Артем, я, Хетак, Самвел. Ну, то есть там прям нормально мы сидим там, разгоняем, играем в приставку. Нет, там много, я просто всех не прочитал. Геф, ну там много пацанов. И я типа тех, кого наверняка, наверное, знают, кто смотрит сейчас. А, мы еще с Авелом подкаст же сняли. Опа. Вы говорили про диалоги, и вот мы решили сделать такую коллаборацию. Мы сняли один выпуск подкаста. А, я видел у тебя фотку, я думал, это прикол. Не-не, реально, мы сняли выпуск подкаста. У нас гость даже был медийный. Твоего. Ну, это не... Это так совпало, что гость был в Москве, я с ним дружу, и я говорю... Кайф, подтягивайся, пообщаемся. И мы еще с гостем сняли. Ага. С Самвелом, типа, вот. И хотим продолжать это развивать. Не знаю, мы просто чуть-чуть дороговато сняли. Хотели попробовать картинку крутую сделать, знаешь. В итоге получился общий кадр странный, потому что там вот, как это называется, кронштейны. И общий кадр, у нас два гостя, и мы вдвоем с Самвелом. И когда общий кадр Самвела и одного гостя видно, а я с другим за кронштейнами. Нас просто не особо видно. Я этому режиссеру говорю, брат, ну это странный кадр. Даже его вставлять. Ну, короче, интересно было. Вот с Самвелом Геновяном подкаст.
Но это не диалоги, понятно. Но я как подкастер могу сказать, что ноль раз нам про качество картинки, когда кто-то... Что у нас несколько выпусков уже камера выключаться начала, люди все равно такие, звук хороший, так что вообще не важно. Не, мы для себя, типа, понял. Да. Мы явно снизим затраты на это все, потому что дорого. Мы просто хотели посмотреть, как это выглядит, когда, типа, вот так, давай вот так попробуем, посмотрим, что. Потому что мы такие, самым друг друга посмотрели, брат, ну если так снимать, ну, дорого, если честно. Для разговоров дорого. Дороговато просто. Но прикольное ощущение, красивая картинка. Я смотрел, иногда поглядывая, у Шульца выходит свой подкаст, который сильно дорого-богато снят в какой-то большой студии, куча всего цветов. Когда они толпой, а-ля как Майк Тайсон он снимает, да? Да. И еще есть, я Ставра вспомню, а вот фамилию не могу его вспомнить, она у него похожа на греческую или греческую. Ну, короче, чувак, который тоже снимает подкаст, и он такой толстый, смешливый тип, постоянно смеется сам со своих шуток, угорает, угарный тип. И он снимает подкаст, выглядит, знаешь, как кабинет в поликлинике. То есть там вот просто стена, и он лежит вот так... в шортах и в такой майке, знаешь, которая в желтом пятном, алкоголичка такая, вот так на кожаном диване сидит. Эй, what's up? Ну такой, у него амплуа такое, похериста, которому вообще ничего не важно. И рядом гость сидит, они даже не лицом к лицу, они вот так боком сидят и так друг с другом разговаривают. И у него тоже там сотни тысяч просмотров. То есть там реально... Я согласен, вот эта картинка... Мне кажется, это продуманный концепт у него такой. Ну вот... Я думаю, он, естественно, смотрится звучит для него. Звучит очевидно, но реально, если составляющая, если это реально интересно или угарно, как будто подкаст должен быть либо интересным, либо смешным, ну, либо в идеале и то, и другое. Да, что-то из этого есть, то реально, ну, зрители... У нас вот, когда мы диалоги снимали, первый выпуск реально смешной получился, я помню, а потом мы начали что-то, чуть-чуть смысл уходить, ну, типа, болтаешь и сидишь, ты же не можешь шутками сидеть и разговаривать, это странно. И... Кто-то даже, я помню, писал комментарий, типа, ну, блин, первый был смешной, это подкаст, и что он был смешной, это чудо произошло, что мы просто с Расулом, когда садимся разгонять, у нас так легко прет, но мы просто можем валить. Ну, то есть, вот недавно у Артема ходила передача «Два микрофона», ну, ее Винокур как бы делает, продюсер, и мы там с Расулом в паре попали, ну, они там раскидывают, ну, вообще мы просто так валили минут 40. Там сет-лист же, это как сет-лист, только вдвоем. И просто весело так было, угорали, сидели со всего. Ну, так, ну, типа, вот такая химия у нас, нам, типа, если мы где-то оказываемся вместе, просто наваливаем, и удобно. Поэтому, короче, да, как вы говорите, то, типа, видимо, такая история, он просто сел с пятном, и просто круто коммуницирует. А мы здесь оказались, начиная про тусовку, потом ты сказал, что ты... Я говорю, да, с Самвелом снимаем, это подкаст, да. А, как тусовки, да. Ну, сейчас я тусовок особо не знаю, потому что, когда был первый вот этот вот в своем виде стендап-клуб на Новом Арбате, там прикольно было приходить. Но я тоже этот начинал только, и мне все классно казалось, невероятно тяжело было выступать. И там еще тогда культура не особо развита была. На открытый микрофон люди мало ходили, и тяжело невероятно. Вот внизу было выступать очень тяжело. Не было вот этих мероприятий, где ты точно проверил шутку. Там даже шутка смешная, она не заходила. Там в себя поверить, там нужно было харизма прям, чтобы зайти. Вот. То тогда было прикольно. А сейчас я про тусовки ничего не могу сказать. И сейчас же комиков сильно больше стало. И просто... Но при этом как будто тусовки более водянистые стали такие. Ну, уже не концентрации такой, само понятие тусовки, оно уже не такое прям... Да потому что стендап — это не тусовка. Это жанр комедии. А тусовку мы просто любим, тусовки, поэтому такой, я вот с ним дружу, все. Ну, глобально стендап — это не вечеринка. Это Давид Кахаджилидзе один на сцене, который делает крутые вещи. Ну, а много кому уже хочется, что типа... С Давидом пообщаться, а потом с Тимуром пообщаемся, с Давидом после выступлений, там... Это классно. С комиками общаться невероятно прикольно. Лучшее общение в моей жизни — это было с комиками. Да. Я так даже жене буду говорить. Ну, это я... Когда я помню, даже хотел про эту шутку сделать, что я как бы, ну, ищу, короче, спутницу, да, и общался с девчонкой одной ранее, давно было, и она мне написала, типа, что-то там она слилась, типа, друзья, я думаю, ну, типа, будем дружить. И у меня в голове мысль: ты охерел? Дружить? С тобой? У меня пиздец, что за друзья веселые.
У тебя ноль шансов. Так ты не вывезешь конкуренции. Я к дружбе не готов. Мы еще дружить. Я только к браку. В дружбе это еще ой-ой-ой, сколько надо идти. Сколько девушек это бы были счастливы услышать, да? Дружить, нифига ты, это вообще серьезная тема. Ну, прикинь, да, пацан вот, ну, напрягается там, давай там что-то как-то там. Это же вообще, ну... Ну, как напрягается? Часто явление. Проявляешь внимание, общаешься, человек понимает, что ты, ну, такое, ну... Напрягаешься, ты действия делаешь. Это тоже не, ну, нелегко дается. Ну, нормально покорять девушку? Это типа нормально? Не, это круто. Просто... Это просто сейчас из общества кого-то выходит потихоньку. Сейчас. Это не оценивается. Кем-то оценивается, просто им уже за 30. Надо найти... Я думаю, всем девушкам приятны подарки, приятно внимание. Просто надо уметь балансировать в этом мире и понимать, как девушка в какой среде росла, что она смотрит, что она изучает, какое у нее мнение. И ты же, мужчина же всегда, когда хочет покорить девушку, он изучает ее. Так изучи. Ну, она все про себя выкладывает. Надо быть тупым, чтобы не понять, что ей нравится. Это раньше пацаны такие: стих! Серенада! Под окном, ла-ла-ла, ему стрелу в горло пустили, бля. Сейчас ты все понимаешь, ну, типа, она все рассказала, я люблю так и так, я, знаешь, не понимаю, ты такой, все, с этим работаем. Вообще в этом есть и основная проблема, может, не нужно все это узнавать. В смысле, а как ты же хочешь понравиться человеку? А, ты имеешь в виду как по религии? Традиционные браки в исламе, они ничего друг о друге не знают, ну, глобально. Ну, да. Понимают, что вот она из такой семьи, он из такой семьи. Ну, там не доходит до маразма. Они там под присмотром встречаются. Но они друг друга видят. Не, да, они видят друг друга. Чтобы люди не думали, что там просто типа здорово, теперь вместе двигаемся. Да, есть намерение там жениться, то ты можешь увидеть ее, ну, как бы... С телохранителями. Ну да, конечно, в присутствии. И счастливые браки. Вот что самое интересное. Это, ну, невыдуманная история, это счастливые браки. Я ни один и ни два такие видел. Алану недавно, у нее в телеграм-канале, на Алану, кстати, тоже подписывайтесь, у нее в телеграм-канал. Ссылка работает. Ссылка работает, да. Ей присылали вопросы, ну, у нее бывает, что она психолог практикующий, ей иногда присылали вопросы, но вопросы, она просто на них отвечала. И там был один из вопросов, что типа... Как бы ты оценила ваш момент, типа ваше знакомство с Давидом, ты бы оценила как здоровые отношения или как типа что-то там? И там Алана очень прикольно по-психологически ответила, что... О, я ссылку новую отправил, Алан. Вообще типа неправильно называть что-то здоровым, нездоровым, потому что у кого-то это здоровое, у кого-то нездоровое. И типа суть в том, что изначально... Никакие отношения не будут идеальны, потому что вы два разных человека, и вам надо друг к другу притираться и понимать, привыкать, корректировать так, чтобы найти хорошее такое комфортное сочетание для обоих. Просто сейчас как будто так не воспитывают, чтобы притираться, знаешь. Вот, как будто бы воспитывают так, чтобы... Да, ну неправда, что прям никого не воспитывает. Ну, нет, ну... Ну, культура есть такая, что кто-то сильный, самостоятельный, там, девушка, еще что-то. Ну, и время такое, знаешь ли. Ну, я, конечно, как сильно... Сейчас девушке, чтобы выглядеть привлекательно, сколько надо средств? Ну, типа, я думаю, раньше каноны красоты были попроще немножко, не надо было прям вот так выглядеть, чтобы конкурировать в этой среде еще. Ты просто... По авиапарку, торговому центру прошелся весь день и такой, я 7 раз влюбился, мне кажется. Ну, просто офигеть, как все выглядят. И ты уже ценишь не внешность, а вот просто, ну, типа, ты такой, да не, я же не с внешностью буду в итоге жить. Ну, что вот это разово тебе понравился кто-то. Ты уже вайб. Как вам круто, не круто будет, и все. Я первый раз, когда услышал это в подростковом возрасте где-то, я чуть с ума не сошел от удивления, что когда я узнал, что типа там... 50-60% браков, разводы. Я такой, чего? Я думал, что 7-5%. Пока смерть не разлучит вас. Ну да, я что-то никто не умер. Да. А тут ты узнаешь, и такой, а, так для многих брак это типа... Попробуем. Да, еще разбежимся.
Ну, это да. Поэтому, короче, вот в кавказских часто семьях, прежде чем в брак вступить, там очень многое проходит, знакомства, там узнают, пипец. Потому что все-таки кавказским девушкам сложнее в многих народах быть разведенной. Да, очень сложно. И это, да, это такой непростой статус. Причем это даже не элемент патриархального общества. У нас, я не скажу, что там прям какой-то патриархальный. На самом деле достаточно сильно. Ну да, у нас, кстати, но... я вот у нас в республике, я бы не сказал, что прям патриархат. Да, но при этом... В Осетии то же самое. Вообще мама нормально так делает грязь, да. Когда хочет. Да. В хорошем смысле. Рэпчик. Крутой трек записала недавно. Ну, реально тяжело девушкам, которые при этом, которые разведены, им тяжело. Вот у нас конкретно. То есть... Но в то же время, я, ну, прикинь, ей бедная. Сейчас, наверное, попроще уже все-таки мир такой немного мучит, как жить, как дальше развиваться. И она, я думаю, все-таки жить, продолжать жить из-за страха, что ты будешь разведена, и вот это вот каждый день она вот так вот будет сидеть, и там просто какой-то камень у нее на кухне сидит, и так, эй, бля, приготовь мне что-нибудь, она вот так вот везде, вот это вышла замуж, как круто. Плюс странно продолжать, знаешь, как странно быть камнем во всех вопросах. И при этом... Человек талантлив во всем, братан. И имеется в виду... Не, я просто имею в виду, что и она видит. Она видит еще... Ну, она видит жизнь. Она... Ну да, что вокруг происходит. Она видит... У нее есть телефон, интернет. Странно ей говорить, это вот так или вот так. Ну, типа, ты просто... Мне кажется, это же... Типа, ты выдвигаешь, грубо говоря, какие-то условия, если она, типа, на них согласна, ты должен, короче, это, мне кажется, проявлять, ну, показать, что ты до, вот у тебя какие-то требования есть, а не начать такой, а, кстати, и еще Инстаграм удаляй. Ну, понял, а, кстати, и еще там. Ну, да, эти договоренности должны быть на берегу, наверное. Да, да. Современный мир. Да, да, как все одновременно и сложно, и просто... И сложно просто найти человека легче как будто стало, но из-за того, что много можно кого найти, стало сложнее определиться с выбором. А это как с информацией. Да. Слишком много информации, и ты прям вот нужно... Да, информации много. Раньше у нас, когда были только кассеты, магнитофон, ты легко называл свой любимый фильм. Да. Ты такой, у меня любимый фильм вот этот. Да, да, а сейчас да, тебе какой у тебя любимый вот сериал? Ты такой, есть, да. Ты такой, ну не знаю, а, я и этот посмотрел. Так, что я смотрел в этом году. Тяжело назвать что-то любимое. Да. Из-за того, что вот обилие выбора. Качество повысилось. Вот, в киноиндустрии сейчас очень много, ну реально... стоящих вещей. Но именно сериалы круче стали. Как будто фильмы не стали круче, вот именно сериалы какие-то невероятные стали. Да, да, да. Как, а как будто корпорации еще поняли, что сериал более выгодно делать. Удержание. Вот да. Тот же YouTube. И туда, из этого туда стали больше сил вкладывать, да. И поэтому сериалы сделали как будто такой, да, ну, скачок. Блин, просто... Какой сериал смотрели последнее? «Черное зеркало», здравствуйте. А, ты «Черное зеркало», да. Я посмотрел, мне сериал зашел «Укрытие». Когда... Я тоже его смотрю. Смотришь его? Как тебе? Отлично. Мне да. Тоже сильно зашел. Сейчас 8-я серия вышла. Тоже посмотрим. Ням-ням-ням. Вот это мой любимый. Дикий ангел. Дикий ангел. Как я говорю. Это правда. Но я сейчас... Да, реально. Я пересмотрел «Дикий ангел». Он вообще удивительный человек. Вот это с ним едешь в машине, у него всегда какая-то музыка играет. Ты сел, что-то там, типа мы такие современные, садишься, у него там какой-нибудь Бонни М. Ты такой, да? Я, кстати, смотрю «Дикий ангел» из-за чего, знаете? Так. Ну вот реально из-за чего. Кепку такую хочешь? Ну, нет, не весь я пересмотрел. Короче, есть такой канал «Суббота». И вечером домой прихожу, когда ем, короче, просто включаю там этот... И там «Дикий ангел». Да, там «Дикий ангел». И потом я поймался на мысли, что я реально включаю и смотрю. Оказывается, я потом подумал, ну почему? Я же понимаю, что я и в детстве его не смотрел, когда он шел. Да. Ну вот сейчас я его начал смотреть только потому, что я погружаюсь частично вот в то состояние, когда я был вот, вот этим пацаном. И вот из, эмоциональный флешбэк. Не чувствую себя один в один, как Наталья Орейро. Да, в один момент клянусь, вот как есть. Я почувствовал, я вот так смотрел, и вокруг же у тебя ну, все расплывается. Вот это. Угу. Ага. И
и был такой момент, как будто бы я нахожусь в своей той старой комнате. Я настолько погрузился, я так кайфанул. Я не думал, что вот это вот, вот простая вещь, вот посмотреть какой-то старый сериал. Телепортирует тебя во времени. Я просто кайфанул. Ну. Лена, ребята, смотрю? Да, конечно. А я нет. Кстати, «Бригаду» не смотрел. Вот. Органически не переваривают. Удивляют меня эти люди, как «Бригаду» можно не посмотреть. Вообще не смотрю. У тебя сколько каналов было? Ну, все, которые были, были там. Ну, ты просто... «Бригаду» я не смотрел. Просто у нас в селе ловило два канала. И все, что по ним шло, я смотрел. И я очень часто смотрел с тетями, сидел «Давай поженимся». Потому что он шел вечером. Это шоу, ну, шоу. Какая старая эта передача, оказывается. Слушай, я вот сейчас уже... Проходит, смотри, проходит время. «Давай поженимся», я смотрю с тетями. Проходит время, я придумываю шоу и приглашаю в гости Розу Сябитову. И это, оказывается, очень сложный человек. Это я мягко выражаюсь, ага. Чтобы никого не обидеть. Ага. А ты реально ее приглашал, да? Да. Я же шоу, которое, помнишь, да, придумал, да, которое у меня не срослось в итоге. Да. И потому что мне не понравилось, что на выхлопе получилось. Я, короче, делал технички сначала. На техничке круто было, все так классно проходило. С Ремерковой. Да, да, вообще так весело было. Я думаю, блин, прикольно, наверное, ну, выйдет. Я такой, ну, и я думаю, ну, это женская аудитория больше, ну, какие-то пацаны посмотрят. А когда съемка произошла, я такой, ай-яй-яй-яй-яй, вообще не... Мне так не нравится... Когда не получается раскрываться, я не мог. Я такой, блин, я слишком грубый для этого шоу. Я не могу здесь остро шутить. Я разрушу эту атмосферу. И я просто вот так вот сидел, меня одели в эту одежду яркую, я сижу и как-то иногда что-то вбрасываю шутку там раз в полгода. И такое, ну, блин, ладно, может, следующий получится выпуск. Следующий тоже не очень. И я вот это все, и ему один выпуск выходит, я такой, ну ок, пойдет. Угу. Второй монтирую, такой, бля, еще хуже, чем первый, бля, ужас. Я такой, все, ну я, наверное, уже не смогу это делать, потому что, ну, мне, я же, ну, меня никак это не раскрывает, угу. Как комика, наоборот, типа, ты просто голова, я ведущий ток-шоу какой-то, и я такой, а, нет, тут нужен вообще другой. Я, короче, случайно создал шоу, которое мне вообще не подходит. Как-то это произошло. Все вокруг, в принципе, работает. Кроме меня в кадре. Я такой, да как я это сделал? Нормально же все было, блин. Понял? Я просто там... Просто не твой выбор. Да, да. Ну просто, понял, когда в баре ты как тип что-то накидываешь, шутки, там нормально было. А в итоге, когда все это срослось, я такой, вообще не в тему. И одним из гостей была Сябитова. Была Роза Сябитова. Она как исполняла? Ой-ой-ой. Я этот выпуск монтировал, это кунг-фу монтажа я делал. Мне же это выпустить надо еще, понимаешь, у меня обязательства перед продакшеном, как бы я вот, и она там, она села, она начала говорить, а я училась там, а еще я закончила это, и вот это минут 30 просто тягомотно, и ты такой, ну ладно. Потом она начала, там суть что, там люди просто рассказывают истории из отношений, и у кого история самая прикольная, деньги может выиграть, вот типа движок такой, и... Рассказывают люди истории, она их убивает, их истории. Просто не дает юморист. И люди начинают... Давай поженимся, не понял, что она делает с историей? Не, она там же давала комедийную составляющую, давай поженимся. А тут она ее убивала. И в один момент люди начинают бояться рассказывать истории из-за того, что Роза Сябитова сидит. И там одна девушка рассказала историю, которая в теории очень смешная, что она познакомилась с парнем, немцем, и поехала к нему в Германию. Классный парень. Угу. Начали мутить, он разделся, у него вот такой оказался писюн маленький. И она в таком положении оказалась, просто охерела. Ты же в Германию, понял? Подожди, а до Германии как бы ничего не было, да? Не, просто типа вот там... Ну, ладно, не будем вдаваться. Ну, она бы не... Ну, это странно, что она решилась уехать в Германию. И дойти. Слушай, ну сейчас девчонки посмелее, брат. Может, это он так все продумал, чтобы она может так он так далеко зашла, да, чтобы уже... Чтобы, да-да-да. И вот он уже в наушниках ее держит. Короче, она рассказывает, и типа эмоции свои по этому поводу рассказывает, как она в ахерах была, еще что-то. И... Это поворачивается к ней. Я эту пошлятину
А сама, типа, минут 20 назад рассказывала, что она, да, сексом занимаюсь, вот такие вещи рассказывала. И теперь я эту пошлятину, еще, еще хоть одно такое, и я уйду. И вот атмосфера такая, в зале. Да. Это без прикола. Без прикола. И я такой, опа. И сейчас, возвращаясь назад, если бы у меня хватало там опыта и так далее, а я же только первый снимаю, я бы сказал, да уходите. И было прикольно, что она ушла. Я такой, да и нахер ее, типа. Вот такой выпуск бы сделал. В тамнеле она ушла. Ну, типа, да, да. Уходите, что вы. Я бы сказал, вы сами сейчас просто, теперь ты вдруг начали играть. Я бы, типа, накидал бы, знаешь, чтобы конфликт какой-то сделать, шоу сделать. А я в итоге такой, ну, ладно. Вот так начал делать. Ну что ж, веселое настроение. Продолжим дальше. И люди такие, давай. И все. И люди хотели рассказать истории. Из-за этого в голове их меняли. Боялись, что она сейчас будет их грызть. В итоге я узнаю, что она хочет выиграть бабки своей истории. Из-за этого грызет чужие истории. И я говорю, да я тебе переведу деньги. Успокойся. Типа вот так лично. Я говорю, я вам закину все. И она такая, да. И начинает успокаиваться. И короче, так. Какой ужас получился. Я такой, да почему это все произошло? Я ненавижу шоу, куда надо гостя искать. Блин, вот опять же, кстати, что титаническим трудом этого что-то смонтируется, и человек, которому это по итогу понравится, он вот этого всего и не узнает даже. Да. Такой, какой хороший, да. Скорее всего, нормально. Да, да, какая роза, блин, куда приходит, сразу шоу, сразу так прикольно получается. Да, да, я там такое кунг-фу на монтаже делал, что... Просто секрет в том, что когда Роза Сибитова сидела на этом «давай, на, давай поженимся», там они говорили на серьезных щах, она переводила в шутку. А тут люди говорили... Шуточные. Она работает на противоходе. Нет, там знаешь, в чем суть? Там у нее был авторитет. Гузеева, Лариса Гузеева. А, ну да. И когда она... Что-то на нее там посмотрела, та такая, все, все. Ага. А тут она, типа, главная. Она старая школа, она здесь звезда. Старая, и из-за этого... Чего? Ну, чего, телевидение, чего там еще. Сваха она, сватовства старая школа. Я хрен знаю, чего она. Сватовства, да. К этому ну, телевидение, она работала на Первом канале, а тут у тебя на какое-то шоу на Ютубе. В ее голове это просто, детский сад позвали. Да. Ну, думаю, она крутая. Мне кажется, кто-кто, вот она что-то чувствует, потому что я вот часто ее в каких-то проектах вижу. Короче, не, ну и вот поэтому сложно было, короче, это вообще нереально. Опыт, ну как опыт продюсирования, хороший опыт, я многое осознал, многому научился, в том числе пониманию того, какой должен быть продукт дальше и на что опираться, какие идеи использовать и... Не делать шоу ради шоу, в первую очередь. Ну, как плохое выступление. После него ты больше пользы извлекаешь. Да, факт. Но было очень неприятно. Ну, больно. Больно было сильно. Неприятно. Было очень больно. Даже когда более или менее хорошее выступление, но не так, как ты хотел, всегда больно. Да. Кстати, возвращаясь об этом, о том, что ты пытаешься прям продавить, понял? А я продавливал, ну... По шуткам не прям так сильно, но актерка более-менее увозила. Я прямо там уже из последних сил там этого, там, Анатолия Кадырова, я что ли, отыгрывал там. Я смотрю, просто каменные лица. Что я, где они там повернул? А эта шутка была, ну, он ее, кстати, написал, ну, везде заходила. То есть там и отыгрыш, и я попал в такое место, но там до меня один чувак выступал, не буду говорить, кто он. Очень такой, знаешь... гипер какой-то негативный чувак. Ага. Я вышел, я реально ни одного смешка не добился. Угу. Я вышел оттуда, понял, с таким ощущением, что есть же в фильмах, когда девочку там какую-то там надругались над ней, она потом под душем часами стоит. Ага. Я реально полчаса стоял под душем, отвечаю, так хреново было. Это хреново, да. Я вот так вот пришел домой, вот так. Да, зачем это все? Это самое сложное, ответить себе на этот вопрос. Вот в этот момент ты реально думаешь, ну нафига вот это унижение, блин. И на следующий день все это заходит, залетает прям. И все, и как будто и не было ничего. Да, классика. Что ж, у нас уже камера закипает, четвертый час мы сидим. Да, спасибо. 4 часа уже сидим? Четвертый? Нет, 3,5 где-то вот так. Нифига себе, бедная камера. Сколько раз она выключилась? Ну, раз. Ну, видишь, видимо, из-за того, что в принципе сейчас еще лето. Тепло. Да, ну, в помещении душновато на самом деле, так жарковато, да. Там кондер, но мы закрыли дверь. Из-за кота? Там, да. Что ж,
Это был... Мы все зачитали, Алан? Да, я все зачитала. Кайф. Но, да, Тимур... Хотела попросить Тимура. Он сказал вначале, что мало комиков хвалят. Все обычно такие. Похвалить можешь, всех? Да, можешь похвалить кого-нибудь. Давайте похвалим кого-то, кто, да, кого не хвалят, кого не хвалили. И так есть же комики, у которых и так все нормально. Давай вспомним какого-то молодого комика, которого я слушал, такой, молодец. Блин, для этого надо же на микрофоны ходить, чтобы их услышать, да? Ну, я кайфую по... Но мне кажется, у него и так все хорошо будет и без моих похвал, но я скажу, потому что он, пока он не стал популярным, скажу это на заранее. Никита Шевчук вообще такой вайбовый тип. Ну, Никита Шевчук не похож на молодого комика. Он уже, но как он, будто он достаточно не комик, типа. У него, да, опыт, да, в комедии вообще огромный. Ну, он раньше, чем я комедией, по-моему, занимался, да, вообще. Да. Да. Но у него как будто сейчас этап наступил, когда у него начинаются какие-то успехи. Я просто его и не знал вообще. Я его не так давно узнал, и я смотрю, такой прикольный. Да-да, Никита это крутой, классный комик. Никита — это славянская версия Чиры Качмазова, мне кажется. Такие сладкие парни, которые в отношениях знают толк и расскажут вам о своем видении. Да, из пацанов, из помоложе, да. Но надо отметить Эрнеста, да. Эрнест Аржуманян. Да, классный комик тоже. Есть у него будущее, вот так смотришь на него, ну, кажется, во всяком случае, что чего-то. Ага. Да, ну вот мы часто вместе там было где-то разгоняем, и в отличное видение комедии, ну, комфортно достаточно. Серега Снурников тоже, вот они с Краснодара переехали, здесь двигаются. Угарно у них видос... Они с Гевом сняли, да? Да, да. Да, вот это, оф, видосы. Не знаю. Да. Где типа два армянина типа берут интервью у человека какого-нибудь. Вот мне еще кажется, что есть такой формат шоу, и это один из таких форматов, но это лично на мой вкус. Мне кажется, есть форматы, которые идеально в рилсах именно. Типа вот я вижу в рилсе вырезку, и мне кажется, как органично оно здесь смотрится. Я бы, наверное, целиком не стал смотреть, но еще 7 рилсов похожих бы посмотрел. Да, да, есть такое. Это чисто... Мы часто шутим, типа, ну ничего, сниму стендап на ТНТ, 8 рилсов будет. Да. Да. Ну, надо еще кого-нибудь вспомнить, да. Кто еще молодцы, пацаны. Да много, на самом деле. Комедия растет, я вот... Ну, вы отмечали, да, Кирюха Мазур. Ну, они, да. Да, вы, я думаю, вы их уже обсуждали, да, они молодцы, молодые пацаны. Они вот и реально работают над комедией. Прикольно, вот так на стендап на ТНТ сидишь, смотришь съемки, и выступают там пацаны, которые недавно, и такой бах-бах, такие шутки, такой, блин, все-таки классно. Про Мазура хочется пошутить, как про Усовича. Уже лет 7, как подающий надежды комик. Уже сколько подает надежды по-братски? Ну, растет. Года 3, наверное. Знаешь, у всех будет, всегда бывает на момент, когда они на каком-то одном уровне находятся, потом что-то, ну, в общем-то, любовь к комедии и трудолюбие имеется, и это, знаешь, такие качества. Дальше вопрос времени, да? Да, да. А так, в целом, вообще много сейчас. Сейчас комедия, мне нравится. Я вот, когда вижу успех пацанов, я такой, блин, круто. Это значит, комедия нужна, и ее принимают, и люди готовы ходить и смотреть это все. И, ну... Так или иначе, каждый свой кусок пирога получит какой-то, у каждого свой, и, ну, и никто голодный не останется, и всем будет прикольно, просто надо научиться радоваться успехам других. Я ходил на концерты, смотрел комиков, как съемки, на Гурама концерт с кайфом ходил, смотрел, на Женька концерт ходил, Чеботкова смотрел, мне нравилось за этим всем наблюдать, за процессом. Улавливаешь для себя что-то такое, вот это прикольно, вот это прикольно, вот это классно, вот это интересная идея, еще что-то. Блин, вот это добил бы. Ну, я, конечно, еще вот так тоже люблю такое. Ну, вот тут можно его добить, если честно. Но это же концерт, ты всегда, ну, ты пока идеальный вариант добьешься, ну, да. Это сколько надо делать. Всегда есть какое-то местечко, где можно лучше сделать. Даже в этом же стендапе на ТНТ, когда снимаешься, а потом выступаешь с этим уже в барах, ходишь, пока это не вышло. Ты уже так нормально научился это все рассказывать. Ты такой, господи, какую я чушню снял, блин. 2,5 раза лучше, чем в эфире. Да, да, думаешь, блин, какая ерунда. Это выйдет через полгода, а я уже другой человек к этому времени буду. Это будет мне... Когда на заводе работаешь, так бывает. Может,
Ну, кстати, завод должен делать должен четкую продукцию. Ну, а тут завод все-таки такой разнообразный чуть-чуть. Когда тебя подпирают сроки, ты качество выдавать посложнее. Хотя у каждого свой уровень. Тут тоже надо иметь. Вот, Давид, скоро будет концерт. Да, Давид, сольный концерт когда у тебя будет? Пишется. Пишется, вот, пожалуйста, человек работает. Посмотрите топ-2 стендап. А, где он? На канале клуба же? На канале клуба, посмотрите. Это ссылка Давида лучшие шутки там. Мне нравится. Это то, главное, к чему я да. стремился, да, чтобы мне нравилось. Мне нравится. Да, да. Хвалить оказалось сложнее, да, чем... Я просто не хотел хвалить тех, кого... Я... Ну, типа, какой смысл мне хвалить, которые, типа, вот и так вот... Мне вот Нурлан Сабуров очень смешной. Да, да, типа... Это как, типа, да, сейчас такой Орлов, красавчик. Вот так, это интересно. Кстати, спорно. Тим, ты можешь идти, нам надо... Конфликт. Итак, давай, Марат. Это мои друзья, ты там спорь, я в телефон уйду. Очень интересно... Что тебе не нравится в Нурлане? Интересно. Мое мнение, да? Да, да. А Орлов как тебе? Просто понял и прячешься. Блин, Нурлана я сегодня увидел в сторис, они в кафе что-то делали. Это что за машина? Он что делает? Он куда-то... Качается? Да, у него просто, он там поворачивается, у него... Мне кажется, он чуть-чуть, перебарщивает с этим, с атлетизмом. Да. Но он атлет жесткий. Ну, это ему нравится, видать. Ну да, кайфует. Ну, он выходит. Так-то он боксик неплохой, по-моему, так нет, бьется. Некомпетентен я, чтобы оценить. Да, это тоже, в принципе, я только. Так визуально просто это всегда эффектно смотрится. Все молодцы, все комики, огромные молодцы. Да. Это материнский инстинкт. Но среди вас дерьмовых тоже много. А это чей инстинкт? Да. Что это ж, отцовский инстинкт был. Это был подкаст «Авторитет мысли». Спасибо, что смотрели. Если вы досмотрели до этого момента и все еще не прожали лайк, а я вижу, что очень много людей не прожало лайк, сделайте это прямо сейчас, мы вам будем благодарны. Также вы можете оставить комментарий из там с какого-то количества слов. Это все поможет видосу. И если вы не подписаны, а у вас 90% не подписанных, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели. Спасибо, парни, что заглянули. Спасибо, что пригласили. Алана. Пока. Алане респект. Спасибо. Нужно понимать, что сетап – это не только то, что вы написали. Это то, что происходит конкретно сейчас тоже. То есть ваш текстовый сетап, он встраивается в общий глобальный сетап ситуации. Кто пришел, когда пришел, в каком настроении, какие отношения с сценой, знают они тебя или нет, кто выступал до тебя, кто после, освещение, звук, текущая ситуация, дождь на улице, какая погода, температура, настроение их, в конце концов, смеются они или нет, готовы что-то делать, это все-все, как вагоны многочисленные, которые крепятся к вашей шутке. Шутки не существуют. Шутки не существуют. Лайкайте всю эту херню и распространяйте. Давайте.